андеграунд мне ближе, потому что там ценность авторитета не так важна. Там важен авторитет мысли. То есть, если твоя мысль авторитетна, окей. Классная вещь. Мы в эфире. Мы в эфире, а это значит ваш любимый подкаст, топ-2 подкаст России «Авторитет мысли» снова с вами. И сегодня мы будем слушать авторитетные мысли Льва Марсела. Привет, Лев. Привет всем. Давид, всем давай, привет. За тебя, за твой подкаст, за твой авторитет. Спасибо. Да? Спасибо. За наш авторитет. Да, за кадром у нас Алана. Привет, Алана. Как дела? Привет, добрый вечер. Хорошо, спасибо. Хочешь вина? Не, спасибо. Сегодня ты не пьешь? Я пью, но сегодня... А что ты пьешь? А, ты сегодня ничего не пьешь? Ничего сегодня не пью, да. Блин, так классно, что у тебя по ночам тусовка такая с вином. Я только за этим пришел. Это так, я такого не видел. Это вообще супер плюс. Такого и нет, наверное, да? Я не знаю. Может быть, где-то есть. Ну, это так празднично вообще. Я прям думал, можно так пообщаться. Да-да-да. С вином, вот это... наконец-то. Как нормальные взрослые люди. Да, мне вот именно атмосфера чуловости нравится. Знаешь, я хотел тебя спросить. Да. Сегодня ты написал «Гепард Париж»? Да. В моем посте. Я подумал, о, Давид, наверное, всем пишет приколы. Почти. И стебется над их фамилиями. Почти. И потом захожу, Сев Ловкачев, приходите в полночь. Я такой, блядь, он боится Севу, потому что он звезда же, а я, получается, хуй... Потом Роман Кискин, хороший недооцененный парень. Бля, я тоже хочу, хороший недооцененный комик Лев Марсел. Какой нахуй, Гепард Париж? И там... В комментариях все пишут, блядь, да, и начинается про мое имя, эти, города, а потом пишут, что я племянник Сергеича, и я хотел сказать, что я не так заикаюсь, что они там меня, ну, называют, я не хочу заикаться вообще, и все, короче, почему-то вот из клуба, тогда какие-то, ну, вот эта вот аудитория, ты ее, видно, тоже подхватил. Угу. Токсичных ребят, которые, ну, такие, шутят, да, что я буду только заикаться. Я такой, блядь, послушайте, я не так заикаюсь, чтобы, блядь, племянник Сергеевича, супер вообще, спасибо. Там, да, куча. Это, конечно, неудачно. Поэтому я, вы мне не нравитесь, это неприятно. Не делайте так. Я пролистал дальше. Вот Вася Тигров, нет, Вася Медведев. Бля, а вот откуда? Медведев, да? Тигров. Видимо, с животными. Все, видно, не долистал. На самом деле там много где, да, дальше. А я думаю, только я, остальные все крутые. Вы типа думали Филин Сорокин? Нет, Филипп Воронин. А, у тебя про имена есть такой, да? То есть это такой тупой, легенький, простенький гэг. Я подумал, ты решил, что Лев схавает все, а вот Сева Ловкачев не поймет. Просто я в последних нескольких что-то такой... А, устал? Да, а до этого, если пролистаешь, почти в каждом я пишу, типа, вот, пожалуйста, вы думали Миша Начальников? Нет, Миша Боссов. Я еще хочу вот этим подписчикам сказать, я сегодня не собираюсь заикаться так, чтобы вы, блядь, проговорили про то, что я ничего не могу сказать. И я там ДСПшник, не надо мне такое говорить. Я вообще хочу быть комиком, а не заикой. Да ладно, там один ёбик какой-то написал. Да там потом еще трое. О, когда комики с дефектами речи отделяют, знаешь, комики, блядь, какие комики? Нас два, блядь, в России. Какие комики? А чё, о ком мы говорим? Какие имена? Здесь дефекты речи, куда у нас 500 комиков с дефектами речи. Мы какая-то команда, автобус подъезжает, ебанутых. И мы такие, я вообще стараюсь, ну, быть комиком и не заикаться. Ну да, не обращай на это внимания. Ну а так вообще круто, подкаст у тебя классный. Нет, я, если ты говоришь, ты уже шутил так про имена, тогда вообще вопросов нет. Потому что я такой сегодня увидел пост, хотел репостнуть в Инстаграм, и такой, да, Тигр Париж, что, блядь? Я еще и теперь еще и не только, и там я открываю там сразу ДСПшники, я такой, блядь. Вообще, куда я иду? Слушай, ну видишь, это вот из-за того, что опять же глаз цепляется за что-то негативное. Ну там 500 таких комментариев, поэтому... Да, ну не. Ну ладно, 10. Там даже прям под этим же комментом кто-то написал, что типа, а мне наоборот еще смешнее от этого. Ну супер, я вообще не хочу про это, типа, смешнее, не смешнее. Никто не хочет почему-то про стендап говорить, все там начинают... Какие там все разные, у нас же открытый микрофон порождает это все, какие все разные. Ну вот мне очень интересно, на Западе есть вот это вот зритель там мыслит вот в этих рамках, кто смешнее кого? Потому что у нас... Росбаттл там только качает и, ну, наверное, все. Да. Но смысла там нет передач, там был этот American Talent Comedian, какого-то, что у нас, ну, аналог открытого. Но он шел, вообще, это одна передача. А там вообще все подряд? Ну, там талант, то есть там... Ну, комики. Вот там открытый комики. Микрофон прям. Сидят комики в жюри и выступают комики. Там есть некоторые, кого ты знаешь, они там полуфиналисты, финалисты, кто потом стал там известными. Но там было 7 сезонов. Там вот это была... Как ее зовут? Белобрысая такая. Светлая. Ну, ладно, все, короче. Да. И там, значит, 7 сезонов шло там на одной платформе.
кто-то смотрел, кто-то нет, но это там так много снимается за все эти 50 лет, что там, ну, соревновательного нет. Там типа, ну, вечернее шоу, вот этот классный парень, или там Comedy Central. Сейчас будет 3 крутых комика по полчаса, вы будете рады, вот их имена. Поэтому там, это у нас здесь постоянно эти манимики, открытый батл, фестивали вот эти порождают вот сравнения, версия, кто лучше, кто чем отличается. Есть вот эта версия, что это из-за КВН, где типа, КВН вообще там, да, жюри эти, да. Столько, да, лет они были в топе, и постоянно кто-то оценивал. Но это плохо, это вообще не дает, не делает тебя смешнее, ты репертуар не можешь писать потом. Ты же станешь, хочешь стать артистом, типа... С, ну, сольники давать, рассказывать, расширять темы, там, трогать за живое, глубоко, да, копать. Да. Как я тут могу? Я же тут, в смысле, хочу рассказать, если я смог, все тогда рады. Вот моя там аудитория пришла, посмотрела, я стараюсь лучше. Я не думаю там о ком-то там еще, который только что выступал. Я ему желаю удачи, но я о нем так не думаю. Потому я надеюсь, что лет через 20 у нас будут артисты. Типа там Жванецкого и еще таких 5 хотя бы, которых будет, знаешь, там... Блин, вот, да, я знаешь, о чем подумал? Что я вот недавно читал, но в Твиттере есть аккаунт, который шутливые новости постит, но в очень реалистичном стиле. Панорама, по-моему, они называются, паблик. И там недавно такой смешной пост был, что, ну, забавный, видимо, в меня попал, потому что в КС играют, типа, разработчики Counter-Strike заявили, что теперь... В конце каждого раунда не будут писать, кто выиграл, кто проиграл, будут писать «все молодцы». А, ну так как в Америке там же дают медали всем. Да-да-да. Типа и так у нас, да? Вот интересно, а но в спорте Counter-Strike тоже соревнования? И смотри, в спорте, в Counter-Strike же соревнуются за победу. Тут какая победа? Ты занимаешься, ну, да, искусством. Да. Ты пришел, написал там, ну, стих. Рассказал. Всем понравилось, здорово. Нет, пойду перепишу. Согласен. То есть тут не соревнование все-таки. В спорте восхищаются это не тем, спорт, что, да, ты кто кого-то, да, 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 что-то, да, там. Да. А тут просто все могут, да, получить удовольствие. Поэтому надо меньше гонгов, больше сольников. Вот прям сейчас пишет Владимир Яковлев. Он пишет, это что комик, он, да, на гонге. Ну да, он, ну, по всей видимости, а я на гонге. Это вот, когда я прочитал, это ты про него сказал, что... Да-да-да. Владимир, напиши потом, выиграл ты или нет. Конечно, Лев выиграл. Пожелал тебе удачи. Да-да-да. Было бы круто, если бы он выиграл. Да, супер будет. Так, Давид намного тише Льва. Алан, почему ты мне об этом не сказал? Может, я говорю громко, могу тихо говорить. Потому что только появился комментарий. Извини, зря бы... Алана, ты молодец. Спасибо. Супер вообще. Так, чё, как дела у тебя? Чё, ты сегодня выступал? Выступал сегодня, да, несколько раз. Был сегодня на подкасте днем, в 2 часа ко мне приехали чуваки, комики. Влад Онищенко и Дима Ткачев, у них подкаст аудио, они приезжают на дом, если получается. Я такой, конечно, на дом, чтобы к ним не ехать. И я там как раз пишу, они такие, типа, есть у тебя тут кофе где-то вокруг дома? Я говорю, ну у меня есть, я вообще повар могу поесть, приготовить. Вы голодные? Они такие, а что можно? Я такой, есть омлет, сосиски. Да, отлично. Я такой, вау. Я такой, пожарил им быстро. Ну там я быстро готовлю. И они пришли такие, поели. У них там, ну, микрофоны, там аудио. Ну и все. И потом мы начали разговаривать. Они думали, типа, поговорим про аутсайд и как выступать, попасть куда-то. И мы через минут 15 перешли на личности. Ага. Он начал спрашивать про тусовку. И про имена, и я начал говорить, что в тусовке надо дружить и общаться, а все же молодые комики начинают, ну, он, правда, не молодые, они переехали из Хабаровска, ага, но они, в смысле, все такие, на чему я должен общаться, когда я должен смешно выступать, и все меня будут снимать везде. И я такой, ну, тогда иди нахуй, началось, и в итоге мы 2 часа, он мне там пытался убедить, что дружить не надо, я говорю, да это ты хуйню, говорю, а он теперь, это ты такой, Лев, со всеми общаешься, и, ну, не все же такие, говорю, ну, вот я раз, еще кто-то 2, 3, и ты так ходишь. Ну, и мы там вообще долго дискутировали, Влад смеялся, потому что определили его как Квакимена, что он, типа, я его же в чат добавил в МСК-шный. Ты протащил его? Да, про Вабирова прям писал, если он зайдет, ну, под мою ответственность. Его, ага, добавили без рейтингов, вот этого Влада Онищенко. Ага. И он потом еще выступал где-то, его увидел Киселев и позвал к себе. Красота. А Диму Ткачева нет. И он там умирает, это его друг, угу, вот этот, и он там умирает от этого, от недооцененности. А Дима смешной чувак тоже? Я думаю, нет.
Если было бы смешно, мы бы все о нем говорили. Ну, на опенмайке есть ряд шуток, которые мне у него понравились. Наверное, он смешной, как и все. Ага. Так что я думаю, он тоже смешной. Но ну, я так скажу, просто смешной мне... Смешной как? Все смешные, правильно? Или что? Ну, не, вообще не все. На мой вкус мало кто смешной. Ну, ты приходишь на микрофон, они там выступают, все смеются. Наверное, он смешной. Не, я чисто про свой вкус, про субъективный. Ну, тогда, наверное, он точно не смешной. Ну, мне просто понравились несколько его шуток. Ну, несколько. Сколько таких у каждого? Даже у Калантрена есть пару смешных шуток. Да не, это уже... Ты хочешь все-таки в клубе тусоваться, да? Не, я к тому, что да не, откуда у Калантрена смешные шутки? Он просто выходит и говорит, что да. Что у него дерьмо. Да, и что все женщины твари, и все, зал смеется, вот вся его комедия. Нет, зал не всегда смеется. Это краткий... Да, кстати. Иногда только он уже... Это только что был краткий пересказ концерта «Дерьмо Калантриана». Да, «Дерьмо Калантриана», почему он дерьмо тоже. Но там, кстати, лучше концерт, я глянул. Лучше, чем я думал, он молодец. Он старается продолжать в своем стиле выступать, я в смысле респект. Слушай, но он при этом столько еще закадровой работы, он же в клубе делает там. Я думаю, это тоже на стендапе сказывается. Если бы он чуть больше сконцентрировался еще на стендапе. Он как будто лучше, чем у него получается, да, типа. Да, но все равно, мне кажется, он должен был быть комиком, продолжающим копать в Москве стендап, ходить по майкам, записываться, а не монтировать, быть в клубе на хорошем счету. Это его расслабляет, и половина его считают козлом, а он еще ни с кем не общается. И они такие, какого хера Калантарян сам нихуя не смешно выступает, решает, кто попадает сидит на гонге. В комике еще. Ну вот и она... это, конечно... Ну, плохо для его карьеры. Классно было, если бы он прям, старался прям голым стендапом заниматься. Ну, это красота вообще, если так получается. Потому что он очень талантливый, перспективный, точно чувак. Да. И был всегда. Но вот видишь, с реальностью как часто сталкивается. Вот это то, что у молодых комиков в голове сидит, когда они себе в голове рисуют, что я не буду там ни с кем дружить, я буду сам идти, А потом ты сталкиваешься с тем, что у тебя нет денег. И ты такой, о, есть вариант устроиться в клуб, монтировать видосы и на этом зарабатывать. А потом подружусь, И в итоге, ты, конечно, в голове своей можешь представлять, что ты... короче, переезжаешь в Москву за стендапом, а по итогу ты им занимаешься 20%. И вот ты, короче, если деньги деньгами, но тут надо совмещать стендап с чем-то, это всегда во вред в минус стендапу, в минус твоей карьере, и ты там сольник делаешь водянистом тогда и не обкатанным. Если ты выступаешь там только в одном месте, его... Потому что надо же гастролировать, ездить, обкатывать на разный зал, там, ходить по подвалам, рассказывать тем, кто тебя не знает, а не тем, кто тебя только любит, хвалят, и поэтому иногда они тебе улыбаются, ты эту шутку оставляешь и не переписываешь. Ну, это идеально, конечно. Ты бы хотел вот на этот цикл выйти, да, чтобы ты пишешь сольник, потом проезжаешься по России. Ну, это супер, это все, наверное, круто записал, было записал, бы, выложил, если пошел хотят, новые сольники вот это такими вообще кругами, супер, да? Я не писаю... Это фантастика, что ты. Ну вот я знаешь, о чем недавно подумал? Обкатывать и ездить, зарабатывать и снимать потом, перестать это рассказывать, потому что у тебя новый материал, тот уже все смотрят, и ты просто там растешь как артист. Я знаешь, о чем подумал недавно, что это точно круто. Но мы же все, ну ладно, мы же все. У меня в голове, ты когда западного комика себе представляешь, такой в Бостоне, из Бостона в Чикаго, из Чикаго в Лас-Вегас, оттуда в Нью-Йорк, а тут Тамбов, Хабаровск, Воронеж, то есть и без негатива ко всем этим городам, но думал, куча комиков, которые такие, я не могу, ну я знаю комиков, которые специально в туре делают дней на 5 паузу, чтобы вернуться в Москву чуть-чуть. Да. Ну да. Я первых года два уже наступаю так, я такой смотрел, когда сериал еще Луи, мне понравилась идея, что потому что я общался тогда с комиками, которые ездят в тур на 60 городов или 25 подряд, и они такие вообще там в Москве уже приезжают, и там еще месяц спят, а я такой, Туи же, он там из-за того, чтобы видеться там с своими дочерьми, он там 5 дней уезжает, выступает, потом неделю с ними не ездит, потом неделю ездит, и я стал делать так, четверга по воскресенье я поехал, потом я в Москве неделю, потом опять четверга по воскресенье я поехал. Подожди, с воскресенья до четверга, ты просто сказал неделю. Нет, смотри, с четверга по воскресенье 4 города.
Так, и потом ты вернулся в понедельник. На неделю, да. На неделю я прям всю в Москве. А, то есть с понедельника до понедельника. Да, до даже четверга. До следующего, полторы недели даже, да, получается. Да. Потом опять поехал еще на четыре города. И тогда в Москве все знают, что я в Москве, никто не знает, что я поехал. И они меня когда зовут заранее куда-то в Москве, я вписываюсь. А потому что у меня было, я когда в Москву переехал, я поехал на две недели и всем писал, кто меня звал, я пока в отъезде. И они такие, ну льва, наверное, нет в Москве, и меня потом еще два месяца никуда не ставили. И я такой, блин, надо было писать, что я в Москве, просто сейчас я заболел. Тогда бы они меня ставили бы там через неделю, потому что зовут же тебя через неделю вперед, да, а не завтра. И вот, короче, я такой, блин, в Москве надо быть. Ну, а то ты будешь в Москве только жить, но никто не будет знать, что ты здесь, потому что ты, блядь, куда-то там поехал, ну, езжай. Да. Поэтому как будто и ты тогда высыпаешься, ты там темп Москвы легко воспринимаешь, потому что ты всего на 4 дня уехал по городам. Ну, там, по-моему, города же, ну, рядом какие-то, да? Угу. Ты там одну ночь уже вот в другом городе, да. То есть там не надо тебе лететь на весь день там потом, там, иначе ЕКБ, Ростов, Краснодар, Самара, ты ж не так, ты там типа, ну, города рядом, как будто так лучше. Вот я бы еще обсудил, знаешь, чтобы немного романтизма вот так сдуть с этой истории, потому что когда ты, опять же, начинающий комик, либо сторонний зритель, тебе может показаться тур, ты вот тут в лучах славы, потом ты из этого города в другой, а там же быта сколько очень много. Да, ты там час уступаешь и 24 часа пытаешься в Самаре найти, что делать в Самаре. А это меньше город, где меньше всего. Но ты пошел в торговый центр. В кино сходил. Ты его уже видел вчера, это кино. Да. Там пошел спать куда-то днем, пока ты приехал. В телефоне смотришь фильм. Ты же с собой не взял этот телек, чтобы выводить там фильмы на телек. Да, там, да, или да. Смотришь телевизор прям. Вот поэтому, я, конечно, кайфовее всего мне в Москве находиться. То есть, да. Я когда куда-то выезжаю, я думаю, быстрее бы приехать обратно. Ну и как ну, короче, я такой думаю, если ты комик, который уже в города ездит выступать, ты можешь ехать по Европе, потому что там человек 50 все равно ты сможешь найти, которые на тебя придут через кого-то там, именно русскоязычных. И договориться там за гонорар примерно какой ты получаешь в России за сольник. И ты можешь с Питера поехать там даже на поезде в Ригу, и там чуваки делают стендап русскоязычный, ты можешь там выступить, и как будто по Европе тоже можно, мы не ездим по Европе. Но если ты Артём Винокур, ты можешь, если ты уже ездишь там по городам, точно можешь поехать на 4 города, там Рига, Польша, там что там еще, там точно можно организовать. Просто надо заняться этим или своему менеджеру сказать, ты уже по городам ездишь, там, то ты точно и по Европе можешь. И тогда ты можешь чередовать там, ну, какие-то города Европа, какие-то города России, опять Европа. Еще есть же побережье, и если им заниматься, ездить туда. Это ты что имеешь? Ну, что? Там Сочи, вот эти вот. Сочи, Анапа, Геленджик. Да, если с летом туда ездить, там можно прям несколько раз, потому что там эти туристы меняются, можно несколько раз там выступать, там, ну, раз в месяц. У нас тоже как-то это утеряно, но я там как-то выступал, когда там чуваки делали краснодарские. Типа ты там 4 дня выступаешь в разном городе, Анапа, Геленджик, купаешься, тебе там вечером платят гонорар, тебя еще кто-то может узнать, что ты такой, о, ты что в Геленджике, а что ты сегодня выступаешь? Мы придем, ты там, знаешь, в сторис выложим. Блин, звучит как-то прикольно. То есть и ты... это уже ты не в Тольятти, это уже в Сочи, ну, купаешься, да, в Сочи на пляже. И ты весь день там купаешься. Я как для зрителя подумал, что ты весь день купаешься, вечером, может, даже сходил куда-то, поел, и я бы там часов типа в 9, в 10 пошел бы вообще с удовольствием еще на стендап послушал. На стендап, а там написано, стендап из Москвы в Харацпабе. Ты такой заходишь, пиво взял хорошее, а там выступают чуваки, кого ты видел на Ютубе. Такой, нифига себе. Ага. Ну, вообще, я тут в цивилизации. Я приехал с Москвы в Сочи искупаться, а он из Москвы в Сочи выступает. Вообще успех. Как будто я не в Сочи, а в Европе. Так, мы в течение выпуска периодически зачитываем донаты. Алан, зачитаешь? По чуть-чуть, типа, зачитаем. Да, деньги надо кидать, ребята. Донаты, чтобы у Давида было вообще... Чтобы я вот... Через год я приду к нему... Уже вина возьмем еще, да, Алана, ты будешь вино уже, наверное, пить.
Тебе тоже соберем на вино. Да, возьми, соберем на бутылку. Да, я вот салфетки поправлю на видеорекорд или Black Magic от Mini, который я сегодня купил. Да, для того. За донаты, да, вот эти? Да, да, да. Я в прошлый раз случайно вот на эту камеру руку положил, сегодня вот случайно на пульт. Скоро три ракурса. Алан. Давид, супер, ты молодец. Хотела еще сказать, чтобы ты вино подальше от ноута убрал, потому что ноут нагревается. Он становится теплым. Так не, вот эта часть, по-моему, не греет. Вот я трогаю, она прям прохладная. Вот эта женщина. На опыте. Вино не становилось теплым. Где такую еще? Надо нам, знаешь, что, Алан, купить ведро со льдом, чтобы в него класть. И пиво там открывать будет какой-нибудь. Какой-то следующий уровень будет. Да, да. Но это еще 5000 на донаты. И мы на нем, на этом уровне. Там же лед пиздец какой дорогой. Ну, ледогенератор 25000, вот здесь ссылка, присылайте, ледогенератор, вода хорошая, и все это. А человек с неправильной фамилией, 100 рублей, прислал донат еще до начала подкаста. Спасибо, регулярно донатит. Может, ты где-то уже об этом рассказывал, но я не в курсе. Выпуск по обсуждению твоей книги в книжном клубе откладывается на время или по этой идее полностью отказались от этой? Да, там я был в книжном клубе. Мне посчастливилось сюда попасть вообще. Mm-hmm. Это такая удача. Быть комиком надо прийти вообще в клуб на съемку, ничего себе. И там, значит, выяснилось, что у меня есть книга, которую я издал, потому что я, когда мне было 20 лет, пытался стать писателем. Я там написал 4 рукописи, одна издалась. И у меня там 2500 экземпляров, типа, но они лежат у меня. Я их не смог пристроить по магазинам. Нужно было дать взятку в издательство, которое меня будет промоушеном. Офигеть, там тоже вот такие движения. Ты что, да? Там еще они больше? Они же сколько уже лет? 100 лет? Охереть. Еще до телевидения это все. И я такой, типа, у меня книга есть, можем ее всем подарить, и как-нибудь Квашонка говорит, о, будет круто, если ты будешь какой-то выпуск... Мы эту книгу прочитаем, и будет настоящий ее автор, и мы ее обсудим при тебе. Это было в том году летом, и с тех пор, тишина. Я там писал пару раз и в менеджеру Лене, что типа, будем? Она такая, да, да, и все. Поэтому тут, как бы, наверное, ответ, хуй его знает, ребята. Возможно, нет. Это вы мне потом скажете, мы это смогли сделать. Я вообще, книга у меня есть, давайте завтра это сделаем. Если Квашонкин будет готов. А что за жанр? Жанр художественная литература. Там, прям роман с главным. Ну да, повесть. Прикольно. С шутками. Я все хотел шутки писать. И там, ну, в литературе, конечно, чтобы было, надо диалоги добавлять, воды много. Я когда в стендап пошел, такой, о, здесь можно прям только шутки. Можно на воду не добавлять, этих персонажей не придавать. Я остаюсь в стендапе, писать книги не хочу. И вот я перестал писать, стал писать стендап. Предлагаю скажу. Предлагаю тост за это. Я предлагаю под каждым выпуском книжного клуба спамить, когда выпуск с обсуждением книги. Но надо, книги, чтобы, да, Квашонкин читал. Вы можете ему написать в личку? И в директ, в личку, ему, куда-то, и в, или под выпусками. А ты что хотел сказать? Я хотел спросить, эта же книга давно была написана, а сейчас... В 2011 году. Вау. А сейчас ты как ее оцениваешь? Ну, понятно, что... А сейчас что у меня? Как ты ее оцениваешь? Ну, со своим опытом, который... Да я и тогда ее оценивал как любитель, который просто, ну... хочет написать, чтобы кто-то прочитал вот так. Я все-таки, ну, у меня нет литературного образования, не знаю. Я думаю, прикольно полистать, да? Она читается легко. Там прям виден уже, как я разговариваю, вот когда стал выступать, виден мой стиль вот этот разговора, такие какие-то слова, вот так вот я разговариваю. Она вот так же написана, там приколы есть все равно. Прикольно. Ну, то есть ее лучше прочитать, чем не читать, вот такая книга. Она еще тоненькая, она легкая такая там. Типа там страниц 170 такая, ну, не сильно прям какая-то тяжелая. Ну, может, конечно, литературные критики меня распесочат, но я и не претендую. Но это все равно, что мы бы сейчас сели и начинающего комика начали разъебывать здесь. Да, да, да. Зачем? Да. Что он уже старается, чтобы было лучше. Да. Да, Наташа, 100 рублей. Привет, алкашня. Спасибо за донат. Привет. Приветики, Наташ. Это какая-то ваша подписчица? Не знаю. Нет. Нет, мы, Наташа, не алкашня, а что? Мы тут празднуем. Вино маленькими глотками наслаждаясь. Мы наконец-то с Давидом увиделись. Да. Блин, ты читал новость, что в ЦСКА турецкий игрок подписали футбольный ЦСКА. Господи, как криво предложение составил. Футбольный клуб ЦСКА подписал турецкого игрока.
и встретили его каким-то то ли рекламным лозунгом, то ли что, типа «Для тебя здесь найдется много Наташ». У нас тут много Наташ. А, у нас тут много Наташ. Да, Наташа, Турция. Да-да-да, и там сразу через какое-то время скандал, удалили, что там одновременно в одном флаконе и сексизм, и расизм. Ну, у нас мемы старомодные, они 2007-го, потому что пишут же их иногда и 50-летние, которые еще там, знаешь, в Голландии курят траву, вот эти вот шутки. Да-да-да. И тут надо какую-то сделать... полицию мемов, чтобы типа зашквар, буллинг, вот это все учитывать. Иногда в стендапе на ТНТ там шутки есть, когда сиськи маленькие. И я такой, блин, но это уже в 2021 году. Само наличие маленьких сисек, это и есть панч? Это буллинг, да-да-да-да. Ну там кто-то смеется, но это буллинг, уже это даже нельзя на редактуре выпускать, потому что девушки не специально у них, ну нельзя на их сейчас, сегодня, если он не знает, над женской грудью, над ее размерами смеяться зашкварно. И если ты редактор, а не комик, который это смотрит, у тебя должен быть вот этот вот триггер, это ты не говоришь просто по вкусу. Это, конечно, никого там, ну, в смысле, не запрещено законом федерации, но это зашкварно, это в смысле заподло так говорить. А давай спросим, у тебя же есть женская грудь у тебя? У меня есть женская грудь. Что это скажешь? Не современно же уже? Шутить над, когда грудь... Я сейчас соврую, если я скажу, что я не смеюсь над сексистскими шутками, я совру, я смеюсь иногда, если они хорошие. Бывает... Да, но это просто... все равно как будто получается пропаганда сексизма, хотя я против. Но в целом тут дело не только в женской груди. Я думаю, что в целом шутить над визуальными качествами зашкварно. Человек, это буллинг, потому что в женщинах. Вот когда-то у меня была шутка такая, я говорил, толстуха. И потом, когда я начал сталкиваться с современным миром, это, блин, как плохо, что я когда-то так говорил, потому что толстуха, само слово, это тоже, ну, буллинг. Если я шучу и говорю слово толстуха, кто-то с полнотой там какой-то, ну, обижается. Это буллинг. И это, если я не убираю и не понимаю, что это плохо, мне тогда минус, я имею. Я вот я чуть-чуть не соглашусь. Попробую свое мнение высказать. Взял мяч, респект. Спасибо, что смотрите. Мне кажется, что просто есть слишком много очень смешных шуток, которые построены на чем-то визуальном. Просто хорошая шутка, она так построена, типа, это такая зона, где если ты пошутишь плохо, это будет не просто плохая шутка, это еще и ты долбоеб. Но, конечно. Да, но в любом случае там может быть смешная шутка. Как пример приведу, вот мне просто быстро вспомнилось, у Стаховича была потрясающая шутка на Роуз Баттле против Сидорчика, у которого ДЦП же, да? Я не ну, знаю. Может быть, я ну да. Не он... берусь утверждать. Вроде бы. Ну, так, и что? Ну, какой-то... А что у него за шутка? Шутка такая, у него брекеты были у Сидорчика. Угу. И у Стаховича была шутка, что Сидорчик в какой-то момент подходит к зеркалу и такой... Брекеты надо поставить. А, и еще и брекеты, типа. Ну, типа, он шутка в том, что он смотрит на себя, и он весь такой, типа, кривой косой. Да. И смотрит, ищет проблему в зеркале, и такой, брекеты надо поставить. Это не такая шутка, как толстуха или маленькая грудь. Но она типа с обманкой. Это шутка, индивидуальная шутка. О, а вот тогда хорошо такая шутка, которую я записал на ТНТ, что я изменил свое отношение к пушап-лифчику, ехал в автобусе, увидел сверху, заглянул в декольте. Так. Лифчик был большой, сиськи внутри было мало. Мы ехали по неровностям, и сиська в этом лифчике, как вискарь на дне стакана плескала. Это не такая шутка. Ты шутишь про то, что человек пытается сделать грудь больше, и ты шутишь, что она расплескивается. А я тогда не понимаю, а может ты пример привести тогда? А я говорю вот шутки в стиле Crazy Daisy. Ну, Лев говорит про принижающие шутки, как у Артема, кого-то я хотела сказать. Наверное. Ну, так нет, там нет шуток, там просто оскорбительные выражения. Ладно, наверное, да, сейчас тут, когда говоришь Квантарян, мы же сейчас там закопаемся в бессмысленных, давайте лучше сменим тему. Значит, что еще новенького? А, или там какой-то есть донат. Там донат еще, да. Давайте лучше донат, это сейчас мы точно на полчаса уйдем в какую-то дискуссию. Еще одну секунду.
Алина Машкарина, ты мне просто в директ напиши, я просто боюсь, а там про вино вопрос, какое вино? Вино мы пьем? Насколько мне известно, если мы сейчас начнем бренды называть, это будет реклама, а я не знаю. Мы скажем, вот у меня гранатовая полусладкая. Вот так можно называть, да, но бренды нежелательно называть. Мы не будем называть. Если хочешь бренды, напиши мне в личку, я тебе отвечу. Поищите гранатовое вино, я первый раз взял такого гранатового, оно армянское, кстати, Армения. А я по... Прикольно? Или ты папа не... армянин и типа такой вернусь к корням. Или ты не первый. Оно топовое. Ты не первый раз его пьешь? Первый раз. А, и хорошее. Оно похоже на домашнее вино, на гранатовое. Очень респектую. Если найдете какое-то гранатовое вино в перекрестке, поищите там какое-нибудь гранатовое вино. А что, продолжу, да, читать? Да-да. Олег, какой звукарь? 400 рублей. Привет. Вы были на техничках 7-минутного формата на Аутсайде? Есть инфо, когда они появятся в сети? Спасибо. Да, они выходят 2 февраля. А там прям 7-минутный формат? Ну, 7-10. А, я думал там, ну хорошо. Я не знал просто, что 7-минутный. 7-10 выходит 2 февраля, смотрите на Ютубе. Канал Аутсайд. А мы не будем говорить, что на новой неделе выходит? А что-что? Мы будем говорить, что выходит на новой неделе на Аутсайде? Конечно, будем говорить. Ну, что, ты почему? Тогда скажешь, я сам, вообще когда все захочешь. Говорить. Когда, да можно прямо сейчас говорить. Или там еще какой-то есть донат. Ну давай дочитаем донаты, да. Я не ходил на технички 7 минут, ты не ходил тоже, да, Давид? Один раз, но... Мы не ходили. Да. 2 февраля выходит. Спасибо за 400 рублей. Да, спасибо за донат. Да, или это только вам надо говорить? Не-не-не. Респект, больше денег. Спасибо. Лёда-генератор. Сережа, а прикинь, мы его реально поставим. Я думаю, так и будет летом. Я приду к вам, и мы будем, когда вы его купите, продай, позовите. Буду такой летом с арбузом, с вином. Договор. Про лето я вспомнила ощущение, как это, когда ты выходишь вечером, и на улице тепло, и мне стало грустно. У нас летом, знаешь, как подкаст, мы окно откроем. Вообще зашибись. С открытым окном будем сидеть. Я еще что-нибудь где-то сниму и буду говорить, как я там это снял где-то. Ну, чтобы повод посещения был. Давай. Так, Сережа Пехтоников, 100 рублей. Лев, недавно ты выступал в Тольятти. Как тебе город? Метафизическая бездна ли это? Как тебе тольяттинские комики, если успел пообщаться с ними? Я единственный выживший тольяттинский 15-летний комик. Спасибо за донат. Выживший? Давай удачи тебе там. Держись, выживай. Да, 100 рублей, спасибо. Ты их себе лучше возьми, чтобы поесть пойти. Ну, в Тольятти я был 3 года назад. Тогда меня туда пригласил Самвел Кофьян. Тоже из Тольятти, который в Москву переехал. Там было в каком-то пивном баре большая куча человек 150. Выступал там на разогреве Гоша Белобородов. Так сильно зашел, что я там своими 40 минутами минут 15 пытался объяснить, что я тоже комик, потому что он сильно зашел. И я, короче, потом карантин там был, и я вот только на той неделе был в Тольятти. Приезжаю туда, там уже у них 2 тусовки. А значит, полный зал они собрали, барчик какой-то, у них там куча баров оказывается уже теперь. И значит, там есть гримерка, в гримерку зашли комиков 10, которых я не звал. Ну там парочка была разогревающих, я с ними познакомился еще на фестивале в Казани, как классные ребята. И пришло еще человек 10 с ними, каких-то комиков, и там были с другой тусовки, которых они такие, че вы пришли сюда, это мы его привезли, а не вы, там вот таком прикинь на ключе. Да. И этот мне такой, Лев, привет, я с другой тусовки, если ты захочешь в Тольятти приехать и нормально выступить, то вот мои контакты, я тебе такой, и они там вообще там бесятся, там что-то прикольно, ну там, короче... Блин, то есть такая маленькая тусовка, и даже внутри нее уже разделение. 2 тусовки, куча баров, да, и там была у меня фикса, там есть у них... Артур, который постарше их всех, там он делает четко, там он там показал разогрев, там еда, все дела, там прям прикольно. В Тольятти сейчас круто, я думаю, будет, ну, не так круто, потому что все-таки комики переезжают в Москву, и там надо кому-то заниматься этим, и это вообще там у них. И выступал, когда я, мне было непросто, потому что там меня сбил сразу в начале чувак, который я подумал, что он... Ну, там, я не знаю, это сейчас минут 15 надо рассказывать только, что там произошло. И да, со стороны могло показаться, что мне не понравилось, но в целом я понял, что в Тольятти классно.
я туда, наверное, через пару месяцев еще заскочу, еще раз выступлю, может, на другую аудиторию, в другом каком-то баре или в этом же. Mm-hmm. Надеюсь, этот сумасшедший период, там какой-то чувак у них есть местный, которые сбивают, и это все знают, и он опять пришел, его весь зал знает, и когда ты отшучиваешься... Знаменитый хеклер. Да, он еще не, ну, немного неадекватный, mm. и все это знают, и потом в середине уже, когда я, блядь, нихуя не понимал, почему я смеюсь над ним, а меня никто не поддержит, оказывается, его чувак говорит, другой, да мы его все знаем, и мы знали, что он здесь. Mm-hmm. Он мне прям зал, а другой мне объяснил, потому что я, блядь, в шоке теперь. Он мне постоянно что-то говорил, каждые 5 минут. И его там охранников нет выводить, и все такие запы, что это их местный дурачок какой-то. Который не такой сумасшедший, как кажется. Uh-huh. Но там, ну, типа, он каждый раз сбивает комиков. У нас Вася Медведев приезжал, он ему вообще не дал отвыступать, и Вася ужасно выступил. И я говорю, какого хуя, я, блядь, только сейчас это узнаю после выступления, я там устал реально выступать. Что заранее я сказали. Устал разговаривать, устал, блядь, возвращаться к теме. Какие-то еще сзади сидели странные люди, комики, которые пришли вот так сидели там. И, ну, короче, было нестандартно. Я думаю, там так не всегда. Я думаю, Тольятти классно. Ага. Я бы туда приехал. Город супер. Тольятти, держитесь. Тольятти, респект всем. Вообще, комики там классные, все молодцы. Как я думаю. Все молодцы, которые хвалят, такой, все молодцы. Я старый комик. Это плохая у меня какая-то это. Привычка. Так. Андрей Пронин, 278 рублей. О, 278, это помнишь? Да, да, я дочитаю. Донат на 278 рублей только ради того, чтобы Давид медленно проговорил в камеру, и все вместе 278 рублей. Он в прошлый раз донатил 278, я сижу, думаю, ПС, льву респект. Спасибо, спасибо за респект. Но мне удивительно было, что в прошлый раз такой 278. Я, кстати... Ты долго говорил, да? Я на самом деле... Не, я просто удивился. Я прям такой, что 278? Всё, он потом себе сделает татуху еще. Так, более того, я через... Вот прикинь, как твой мозг работает. На следующий день я еду в метро, думаю вообще о чем-то левом, и в какой-то момент я такой... Мозг мне такой... Знаешь, почему он 278 задонатил? Потому что у него на карте было 5278 рублей, и он тебе задонатил 278, чтобы у него ровная сумма на карте осталась. Это мне просто мой мозг вот просто на следующий день средь белого дня закинул вот эту мысль. Правда ли это? Класс. Надеюсь, ты ответишь донатом на 278. Да, да. Ну, как будто у него прозвище теперь будет, да? 278, да. Хоть такое, да? Иногда никакого. Да. Че, Алан? А еще, да? Да. Да, кидайте бабки, мы будем общаться про деньги, прикалываться. Сева Минин, 150 рублей, респекта патронам, авторитетикс и авторитес. Я каждый раз у меня сбивается. А, спасибо. Лев, куртка кожаная, нашла своего нового хозяина. Кожаная? Да. Это что, твоя история? Я не искал хозяина. Наверное, вы путаетесь с какой-то другой курткой. Напишите еще, закиньте денег на донат. Напишите, какая нахуй кожаная куртка, запятая. Я, наверное, вы, если говорите про бежевую куртку, которую я на карантине, ну, прикалывался продать, типа, на подкасте ЧГК, ага. На стриме там, типа, по зуму, я там повесил ее в кадре, ага. И типа, кто хочет, купите у меня эту куртку, мы прикалывались. Ага. Потом... Сегодня вот этот подкаст, который чуваки приходили, один там как раз моего размера, я ему подарил куртку. Если это про это говорится, то я сегодня чуваку куртку подарю, потому что я ее не ношу, но она не кожаная. Ага. Кожаная куртка у меня есть. Я ее никому не отдаю, она мне нравится. Сева Минин, респект. Да, спасибо, Сева. Постоянно донатит. Мы движемся к лёдогенератору. Так, Марго, 300 рублей, сходила на выступление Давида в пятницу. Это восхитительно. Очень рада, что первый стендап в моей жизни выпал на этот день. Спасибо огромное за эмоции. Алана, ты чудо. Спасибо за донат. Мое почтение. Вам спасибо. Спасибо, да. Спасибо за донат. Там еще два доната, а потом я пойду на пару минут. Хорошо. Человек с неправильной фамилией, 200 рублей. О, он еще кидает. Да. Давид, когда выпустишь сольник, мой друг Сержан Аманов, Лев непривычно бодрый в выпуске. Как долго планируете держать искусственную елку? И еще, что случилось с рубрикой «Бросание мяча в кольцо»? Спасибо за донат. Куча вопросов. Спасибо за донат, куча вопросов. Значит, сольник не скоро, но видос планирую записать. С Сержаном? Ну, не, Сержан. У Сержана нет столько денег, чтобы я назвал свое выступление. Мой друг Сержан. Мы ему скинемся на донат. Есть только так. Давайте. А так, планирую на канал стендап-клуба записать стендап.
Мне пока нравится, как это должно выглядеть. Когда выйдет, не знаю, думаю, в этом полугодии, в первой половине года. О, нифига себе, уже? Ты хочешь снять в этом году на канале Куба? Да, ну в планах так, в планах так. А Калантариан за, там, кому писать, чтобы сняться? Там Эльдар решает, типа? Мне кажется, там решает, смешно это или нет. Да нет. Ладно, тогда бы я бы там снимался. А, это не так? Мне кажется, я думал, типа, ты приносишь, если у тебя смешно. Да, ну, тогда... Слушай, да, там... У нас миллион комиков в Москве. Так уж взрослая жизнь устроена, что помимо этого еще много других факторов. Каких, например? Дружить надо там, наверное. Дружить надо, например. В кафе с ними кушать. Ну вот тоже, давай так, просто когда, извини, когда ты говоришь, просто проясним, чтобы ясность была. Когда мы говорим, что дружить надо, но не имеется в виду, что только если ты будешь дружить, ты сможешь что-то там. Тут много факторов. Это вот, опять же, я много раз возвращался к этому, комик Ари Шафир, у него главный совет, который собирал у всех комиков разный совет, у него главный совет такой: будь трудолюбивым и будь хорошим парнем, be nice guy. Что подразумевает, будь дружелюбным, но со всеми, это не будь... Про тебя, поэтому как тогда? Я просто достаточно талантливый, чтобы не дружить со всем. Чтобы не вестись на эти приколы, Лев. Продолжим дальше. Короче, да, просто надо быть деятельным, писать побольше и не быть обозленным гондоном. Ну да, обиженным на все. Да. Блин, поэтому я, наверное, не попадаю на канал Куба, на этот. Ну, ты же был в снежном клубе. Я хочу сольник там. А еще Лев непривычно бодр, он всегда бодр. Это вы, наверное, были на каком-то одном выступлении из 100, где я, наверное, был не бодр. Наверное, из 100, потому что я тоже тебя бодрым воспринимаю. И всем, блядь, кажется, что я какой-то заика, и я там ДЦПшник. Я обычно вот такой, кстати, если вы не знаете. Ходите на стендапы, посмотрите. А искусственная елка, я не знаю, какой сегодня, январь 23-е. Все, со следующего выпуска уберем ее, раз она вам так. Вот прям за тобой слева. Ну, это типа еще январь идет, да, типа? Ну, типа, да. Я не знаю. Ну, типа, я вообще не думал. Рубрика. А баскетбольная рубрика, мы продали стеллаж, который там стоял за тобой. Туда, ты кидал мячи, да? Да, просто на самом деле мне это нравится, баскет. Я, может, его как-то по-другому добавлю потом. Но мне не нравился этот кадр, когда мы сидели как-то по диагонали. Из-за того, что мы на разном расстоянии от камеры, то я больше, чем гость, то гость больше, чем я. И мы сидим как-то под углом, и этот стеллаж. И мне просто все визуально не нравилось, и я убрал. Баскетбол как-нибудь вернется в каком-нибудь виде. Это вернется тебе каждый раз, вот ты снимаешь подкаст каждые там 4 дня, каждый раз спрашивают там, а вот эту вывеску вы будете, и там ты такой, потом там, а баскетбольная кольца, а елка, и ты у меня на смета. Донаты отвечаешь, вот, а мы хотим еще у меня смета, я в конце выпуска достаю, так, значит, за прошлый месяц было собрано столько-то, вот камера, вот чек я купил, вот, пожалуйста, пульт, видеозахват, я все. Надо, чтобы у тебя были постоянные какие-то гости одинаковые, и вы разговаривали только вот про это, что мы хотим сделать. Как это называется, завхоз, чтобы... Вы скинули, мы купили, вот. Так, еще один донат читаю и пока. Хорошо. Маречка, 100 рублей, можно попросить Льва снова передать привет Маргарите? И как, еще как его куртка поживает, спрашиваю для подруги. Спасибо. Опять куртка. За донат. И привет передай, пожалуйста, Маргарите. Маргарита, привет тебе. Ты молодец, привет, Маргарита. А ты знаешь, что это? Нет. Не знаю, наверное, знаю, я просто пока не понял, какая именно. Всем Маргаритам привет, но тебе особенно. А куртка у меня бежевая осталась, кожаная осталась. Все куртки, еще две остались. Все с куртками все зашибись. Куртки нулевая, сносятся долго. Рекомендую всем. Думаю, носить их еще лет 30. И смотрится стилевенько. Да, они чем больше протираются, тем даже как будто гранж. Так, давай еще вот этот зачитаю и продолжим. Мария... Это на Ютубе, да? Да, в Ютуб-чат пришло 5 евро. Большое спасибо. 5 евро. Да. Мария Аравина. Авторитет мысли согрел мою зиму. Сердечко. Люблю вас. Так тепло. И винишко у вас всегда. Спасибо большое, Мария. Класс вообще. Рады, что ты вот так, Лев. Лев. Не знаешь ли ты, выйдет ли что-нибудь на новой неделе? Да, у меня 26 января на Ютубе выходит концерт, называется «Тайгер Милк», «Молоко тигра». На канале Outside. Я снял его 18 декабря в том году.
Ну, тут недели две-три назад. Блин, вообще оперативно довольно. И, ну, между съемкой и выходом мало времени прошло. Да, там получилось еще, что типа все хорошо прошло. И мы думали, если типа что-то не зайдет, я начну заикаться, переснять. И я там типа не заикался. И я такой потом, мы что-то переснимем, да нет, все зашло. Mm. Даже ну, разговор между шутками какой-то импровизационно зашел. И потом мы должны быть на монтаже, и вот мне потом пишут, что мы его уже склеили, я говорю, а я не должен там быть, они говорят, ну мы все оставили. Я такой, а ну тогда вообще супер, такого у меня в жизни не было, мечтаю еще когда-нибудь так же, чтобы я обкатывал материал, и мне его оставили, он заходил на техничках, я потом просто в миллионный раз его рассказал на камерах. Уже из-за того, что где-то снимался раньше, я уже начал на камеру играть, правильно отыгрывать, если зал не сильно смеется, это на Ютубе никто не видит, потому что они выравнивают смехи. И важнее в кадре правильно играть, потому что это и видят весь твой сольник, а не думать, о, эта шутка заходила раньше, а сегодня она зашла хуже, а та лучше. И я уже вот с таким, раньше я так, ну, этого не знал. Блин, вот он опыт. Да, вот это, я такой, вот теперь я могу понять, как снять лучше. И я такой сдавал на камеры, потому что там куча, 8 камер режиссера наняли. Там прям чувствовать, что намного круче все, там куча этих. Блин, такой, прикольно. Там еще, сейчас лучше они снимают вообще в разы. Так и как практика показывает, если сняли какой-то выпуск, и он очень быстро выходит, значит, скорее всего, тем, кто его снимал, он очень понравился. Они такие, вот этот давай выпустим. Да, все быстрее. За. Я такой, блин, да вообще удача. Просто я мечтаю когда-нибудь еще так же хотя бы. Потому что это всегда тяжело. Ну, в смысле, видишь, я там зал, блядь, не такой. Переснять мы не сможем. Какая-то шутка не зашла. Там, не знаю, короче, все может пойти не так. В России. И я такой, сколько я где был, там, видишь, что-то происходит. И я такой думал, ну, наверное, опять будет что-то. И там у меня и днем настроение было хорошее. Все там боялись, что я сейчас начну заикаться, и все слова будут заикаться. Я такой, ну, я надеюсь, что нет. Вышел. А что имеется в виду? Ты между виду, когда ты типа сильно заикаться будешь? Ну да, и типа какую-то шутку завафлю, надо ее будет переснимать. А от чего это зависит? Ну, просто как у опытного комика, я тебя спрашиваю. Да-да-да. Ну, я такой. Бывают у меня периоды, один день или два, давление, и оно. А, физическое, то есть что-то. Влияет на кору. Бывает, я, короче, чуть-чуть не размялся и. Не заходит материал, и я, если все было хорошо, я бы его сдавал все равно, не заикаясь, хоть он не заходит. Но иногда бывает у меня вести вулярный аппарат сейчас в стрессе, и не заходит. И это вот, если одно совпало. На другое. Но это раз в месяц такое бывает. В смысле, чтобы у меня напряжение было, и чтобы еще и зал был тяжелый. То есть это надо, чтобы совпало. И вот я начинаю там... дышать, уставать. Короче, мне надо, чтобы я выступал, и пока они смеются, я отдыхаю по дыханию. А если они не смеются, идет провис, я не могу отдыхать. И бывают такие проекты, где я не могу расслабиться и в тишине стоять, потому что, например, идет съемка. И мне нельзя же в тишину, это же придется переснимать. И вот ты начинаешь загоняться, что они не смеются. А если я где-то выступаю... где мне заплатили деньги, и оно не заходит, я могу это сдавать, не заикаясь, потому что эти шутки заходили, я не знаю, что им не смешно, я буду их сдавать, как будто все хорошо. И тогда я не заикаюсь, хотя зал не смеется. И потому что я делаю эти паузы в тишине, но я отдыхаю. А вот на съемках, особенно на ТНТ, там же этот отвыступал, все зашло, твоя очередь. После тебя еще 5 комиков, ты в середине концерта. Если не зашло, мы переснимаем, но мы будем вот такие злые. И ты такой, блядь, главное, чтобы зашло. Главное, чтобы все 7 минут зашли. И ты выходишь, и там еще люди такие, а, ты не Нурлан Сабуров, иди нахуй отсюда. И ты такой, блин, можно я... И ты начинаешь говорить, у тебя не заходит шутка какая-то, и ты начинаешь заикаться, потому что ты не переснимешь никогда, и на монтаж тебя не позовут. А поэтому вот... ты там можешь больше нечего. Я там на ТНТ больше нечего в миллион раз. И на техничках тоже. А вот этот отдых... который ты имеешь нужна в виду, пауза. Перевести дыхание. Да. Если не смеются, то ты в тишине переводишь дыхание. Имеется в виду, что ты прям отдышаться? Секунд или... 10. Да, ты должен походить и восстановить дыхание, потому что ты запыхиваешься. А если ты запыхиваешься, то тебе будет тяжело разговаривать. Я вот только единственное замечал, что у меня бывало такое... Но вот я даже не знаю, как это назвать, что иногда, как будто, знаешь, я могу даже не есть, но вот выходишь, как-то вот резко вышел на сцену,
И у тебя как будто в желудке вот воздуха вот так, ну, на полтора предложения. Да, да. И ты каждый раз такой... И вот, ну, очень быстро воздух заканчивается. Как будто вообще надо размеренно, заполняя все пространство на сцене, ходя. Вот это полноценное выступление, где ты, как рассказчик, рассказываешь. А когда ты стоишь и долбишь, то там очень легко, даже если ты не заика, сдавать неправильно, сбиться. Это все равно подача материала. И ты должен рассказывать размеренно, чтобы она усваивалась, пока ты как рассказчик. И поэтому, а если у тебя еще логоневроз, где ты, блядь, зависишь от коры головного мозга и... Это вот у тебя такая штука? Да, да, да. Кровообращение, которое идет на речевые каналы, это не испуг. То и тебе там в центре для занимается логоневрозами, говорят, ты можешь только петь и дышать правильно, вот все, чем тебе поможет. А есть такая фигня, что иногда это происходит как будто отдельно от твоего... Ну, короче. Твоего, типа, что ты хотел так сказать, а получается не так? Не-не, типа, конечно, вот такой пример, да, вот такой пример приведу. Я недавно играю в Counter-Strike. Остался один на один с чуваком. У нас там потный матч, равный счет, уже концовка игры. Я остался один на один, но я прям чувствую свое преимущество, я знаю, где он, я знаю, что мне надо делать, и я медленно делаю то, что я хочу сделать, и по ощущениям я как будто не нервничаю, но в какой-то момент я начинаю чувствовать, что у меня сердце такое... ускоряется. Я прям помню, что я в тот момент сижу такой, а что я нервничаю? То есть я вот сейчас как будто головой все вообще понимаю, понимаю, что у меня тут 99% на победу, и, по-моему, головой я не нервничаю, но сердце начинает ускоряться. И вот это как будто неосознанное волнение, или это я не знаю, как это назвать. Заранее организм подумал, ты когда подумал об этом, организм дает адреналин, который ты не знаешь, он уже там, и он идет минут 10 по организму. И это может влиять не только на дыхание, но и на формулировку. Вот у тех, у кого логоневроз, это еще влияет и на речь. Потому что вестибулярный аппарат, речевой канал начинает в стрессе сбиваться. Видимо, организм все подсознательно понимает ситуацию, в которой ты находишься. Да, да, да. На тебе адреналин на всякий случай. Он тебя готовит, он тебе кидает адреналин, готовит тебя к стрессу. Типа тебя пиздят палка, он думает. Потому что он такой, ну, что там, мы в стрессе, нам не нравится. Опасность рядом. Да, и когда ты на сцене, это ж свет, люди с такими лицами. Ты неизвестный никому, никто тебя не будет поощрять за известность. И ты все в стрессе, ты как в холодном бассейне. Поэтому... Так, я хочу зачитать просто, извини, в Ютубе... Всё, я закончил. В Ютубе они просто пропадают, я поэтому хочу их зачитать, чтобы мы не потеряли. Илья Якямсев. О, Илья, привет, Илья. Илюха, 666 рублей. Ты наше все. Он постоянно донатит 666 рублей. Что он хочет нам сказать? Лев, привет, спасибо привет, за футболку Илья. Казанского стендап-клуба. Носится, греет и радует. Да, я ему купил, я был на фестивале в Казани. Я такой говорю, а у вас мерч есть? А то у вас каждый год мерч был. Они такие, нет. Я такой, супер, классный фестиваль. Приходит волонтер, админ футболки Казанского фестиваля. Я говорю, ты что, у тебя мерч? Она такая, ну это остался с тех лет. Я такой, а можно мне тоже? Они такие, сейчас поищем. Приносят мне эльку. Ага. Я говорю, у меня не элька. Есть меньше? Она говорит, нет. Я говорю, давайте тогда Илье ее подарим, он стоит. Ага. Они такие, ты точно уверен? Я такой, да, я, можно, у вас же одна лишняя, дайте ему, ему хотя бы по размеру, мне она теперь нахуй не нужна. Ага. До колен майка. Проходит полчаса, меня зовут, подводят к Эльдару, это директор фестиваля, там директор... Фатахов. Да, Фатахов. Говорит, только если Лев купит майку, Илье дадим. Илье я никогда не дам бесплатно майку. Ну, там, видно, это прикол, может, или что? Он Капаницу раскритиковал, и он Капаница работает в клубе, он там много сделал для фестиваля. Я не знаю, он не объяснился, а он такой, если только ты, Лев, купишь ее, и ушел. Я такой, ну, как будто, если я не куплю, он узнает, что я не купил, и мы так забрали майку. Он потом будет мне говорить, ты, Кямсев, ну, я не знаю, я так и не стал выяснять, как будто на всякий случай просто пахнет плохо. Я такой, сколько стоит майка? Они такие,
800 рублей. Я говорю, я ее покупаю. Я перевел им на карту, они там все лефты уверены. Я такой, ну, Илья, да, сказал, я лучше буду с ним нормально общаться, чем за эти 800 рублей А Илья все это время рядом стоит? Да-да-да. И я купил, он взял майку. Потом он на подкасте, вот у него вышел подкаст, там, «Обратка фестиваля», там еще что-то. Он такой, типа, Льву респект, он мне купил, короче, майку. Ему так ее не продавали. Ему, в смысле, не продавали майку, да. А потому что за странная хуйня? Ее нету в мерче. Это эксклюзив, который дают только типа избранным их. Ага. И Илья им не является. Там вот такой посыл. Типа ее нету в мерче. Это у них запасы. А, еще Андрей Шумилов прислал 400 рублей. Без текста, но... Андрей зарабатывает, он же мог написать на Ютубе, а он такой, 400 рублей, бабки есть. Да, и, наверное, Андрей хочет сказать, у нас в понедельник в Hidden Bar в 9 часов будет концерт с Андреем Шумиловым, Артемом Мамаевым и я. Будут самые огненные хиты, приходите, потому что сейчас там вход 500 рублей, в билеты идут такси, потому что понедельник, и мы не Гарики Оганесяны. Поэтому приходите, если хотите, я там расскажу, и все ребята свои шутки. Артем Мамаев, суперкомик, как Андрей Шумилов. Блин, я не успел сказать. Я хотел сказать, Андрей прислал сообщение без текста. Я хотел сказать, скорее всего, запутался и случайно не смог добавить текст. Ага. И я хотел сказать, Андрей, просто в чат напиши. Но я не успел, он прислал еще косарь и уже с текстом. Смотрите, Андрей уже 3 билета почти купил, чтобы вы пришли. Придите. Во-первых, у меня будет там в понедельник материал, который вы еще нигде не увидите. Ссылка будет после окончания видоса, мы добавим Hidden в описание. Hidden Bar 9 часов, в понедельник, Москва. Приходите. Ссылка, кстати, наверняка еще есть у тебя в Инстаграме. Конечно. Который появится сейчас на экране нашей Инстаграмы. Вы можете подписываться на Льва и в описании увидите. Андрей Шумилов, 1000 рублей. Лев, ну ё-моё, расскажи про то, как нас не пустили в бар. Именно про кокаин. А, ну да, это была история веселенькая. Мы после съемок на аутсайде, Андрей пришел смотреть, значит, мы пошли потом комиками пить пиво, дошли до «Собак в тумане», нашли там Карину Мих Канаджан уже под мухой, тоже она там уезжала уже, она разогревала там. Был смысл у нас на концерте на аутсайде там. Значит, и мы в 6 утра пошли в Hidden пешком. Договорились за этот концерт, потому что мы туда зашли пиво пить. Нас узнал админ каждого, и Андрей отдельно и меня, и говорит, нормально, давайте у нас концерт сделаем. Мы такие, да вообще не вопрос. Они такие, что там у тебя, это, тут рыбий глаз, когда посмотрим. Я говорю, я его сегодня как раз снял, можете посмотреть скоро. Мы забили с ними на шоу вот это. И потом мы такие, куда еще ходим? Говорит, идите в молоко. Там это вообще, заведение. Это заведение. Там вообще супер еще заведение. И уже 6 утра, мы уже пьяные. Мы приходим туда, стоим, Андрей курит, мы что-то обсуждаем с ним. Выходит охранник через двери, стеклянные там двери. Он говорит, вы хотите прийти к нам в заведение? Мы такие, конечно. Он говорит, вы не проходите. Мы такие, почему? Он говорит, мы посмотрели на вас, вы не подходите под формат нашего заведения. И Андрей хотел его уговорить, что мы подходим под формат. В этот момент я говорю, это правильно, потому что мы еще кокса нюхнули. Так что нам лучше к вам не заходить. И Андрей, он такой, тогда вы точно не заходите. Но мне показалось смешным, что он поверит, да, да, что мы нюхнули кокса. И Андрей дверь держит, он закрывает дверь, он говорит, мы не нюхали кокаин. Я говорю, мы столько нюхнули кокаина, сколько вообще, блядь, я еще в жизни не видел. И охранник говорит, вы не сможете нам прийти. И мне нравилось, что охранник повторяет слово кокаин, и Андрей говорит слово кокаин. И я такой, блядь, это вообще лучшее, за что я сегодня. И я приехал домой и так смеялся. Какое и Андрей мне пишет в Телеграме, я еще дома не говорю, нахуй ты сказал, что мы нюхали кокаин, мы же его не нюхали. Я говорю, блядь, да, теперь, ну, типа, он ругался, зачем, мы почти прошли, а ты все испортил. Я специально так сказал, потому что пошли они нахуй, этот охранник, и все их отношения. И я просто, ну, попалась под руку, надо сказать, вот так, типа, да. Я так угорал, как Андрей, мне больше было смешно с Андреем, который убеждает охранника, что все не так плохо, пустите нас, блядь. Я такой, Андрей, да что ты унижаешься, пошел он нахуй вообще, и ты молоко. Какой раздел. Молоко, блядь. Еще и причем у меня концерт называется Тагер Милк, и мы, блядь, молоко не покупаем в этот же день. Разъеб, какой разъеб.
Ой, спасибо, Андрюха. Ну, это стоило 1000 рублей. Спасибо за наводку. Спасибо, Андрей. Да, эта история того стоила, да. Бабок много. Так, Tiger Milk, прям Tiger, не молоко тигра, ну да, молоко тигра, я подумал, звучит дешевле, чем Tiger Milk. Это вторая часть концерта Paper Tiger? Нет, бумажный тигр. Это как King Tiger. Нет, у меня просто шутка там про молоко тигров. И я такой, ну вот из всех битов в концерте звучит интересно. Кстати, из всех аутсайдов один из моих любимых преролов, я не знаю, как это назвать. Интро, да? Да, это вот у тебя, конечно, вообще разъёбно было. Это придумал Томас. Да, он придумал. Вообще респект, Томас. Я могу как придумать, я не знаю, может, это у них одна из интеграций была, и они ее просто... А можешь, пожалуйста, вкратце рассказать, чтобы, может, кто-то не знает, что там. Да, там такое задумка было, просто охуенная. Надо было придумать что-то про меня, и я думал, типа там, что, типа, у меня есть, типа, менеджер какой-то странный, я с ним разговариваю, еще там что-то, где я пытаюсь раскрыть, что я, типа, неизвестный. Хотя выступаю там, пытаюсь где-то там быть. Речь про маленький ролик перед стендапом на аутсайде. Маленький ролик, вот тот, который скетч уже какой-то. Есть. Он уже есть на YouTube, да, вы можете его посмотреть. Концерте. Называется «Мое почтение, Лев Марсел», на YouTube, если искать. И там он говорит, а что если сделать наклейки, типа игра, вы играете в игру, где одно из имен твое, и все пытаются тебя угадать, типа мы выясняем, что ты там неизвестный. Я известный, неизвестный, я крутой, не крутой. И типа да, я сижу, такие, я осознаю, ну, вроде какой да, я. Да, вроде и нет. Я такой, блин, да, ну как бы я там скептично не относился к Томасу, но это вообще супер. Вообще разъёб. Может, поэтому думаю, что он гений все. Я такой, ну это точно круто. У тебя мы пошли снимать, он нанял еще режиссера, который в Ван Гог центре, там то ли админ, то ли я не знаю. Угу. И он там еще был, типа они там еще там выясняли отношения, как лучше снять. Но в итоге я там отыгрывал с разных раз. Причем мне показалось, я еще лучше играл, чем они оставили. Но этого хватило, как что мне все хвалили, что типа круто снято. Там мне пиздец как понравилось именно переход на стендап, что ты сидишь и камера да, на тебя наезжает, как будто меня у тебя на голове написано Лев Марсел, и ты сидишь. Но я бы хотел да бы... кто же я такой? И начинается стендап вообще. Я даже потом думал, прикольно бы снимать такой сериал с комиками, вот именно вот такими, ага. И вот в таком формате. Я только не знаю, как это сделать. Бля, закинуть звучит кому. Вкусно. Как будто прикольно, вот именно в таком стиле. И назвать его Лев. Ну, да, бля, можно не Лев, можно это просто... Это отсылка там, на типа, Стас. Там, да. Какой-нибудь там комик, типа говоря. Или там true комик, там не знаю, или true. Или, ну, какое-то такое. И типа снимать комиков 7 наших московских. Именно показывать вот так это все. То есть, вот именно как настоящее. Да, хотелось бы, вот конечно. Вот это метро, вот эти вот платки. Да, вот да, да. Вот да, эти да. Ругань, что у нас несколько проектов есть, и ты или туда, или туда сдаешь. Во, бля, это вот это вот прям. Вот этого нет. А то у нас все, короче, вот я как-то года пол назад говорил на Яндексе про сериал, и мне там был, короче, брифинг со сценаристами. И там, типа, блин, я там вот такое принес. Такой пилот. Они такие, ну это все никому не интересно. Нам надо, чтобы кто-то в конце убил кого-то или оказался гомосексуалистом. Ну, типа драма. А я такой, я хочу что-то легкое, настоящее, как ты с ведром стоишь на микрофоне и тебе не кидают деньги, хотя у тебя там эфиры есть. Вот это никто не знает. Ну, да. В России. Они думают, что там всех по ТНТ показали, и все счастливы. Блин, вообще хотелось бы, конечно, да, чтобы появился хороший может, сериал через про комика. Может, через год такое, не пока знаю, что... кто-то сделает. Если бы Щербаков бы такое пока делал, было все бы мимо. Классно. Так ну, нет, что, проблема хотел, в том, что... Я бы хотел, чтобы это все не делали, как сериал «Стас», вот. В плане показывая вот не про стендап. Хочется прям... И... Я бы, знаешь, что хотел? Чтобы Незлобин снимал сериал про себя, именно Александра Незлобина, который был в «Камеди». Потом приходит на микрофоны обычно. Разъёб. Хавает говно там. Все его, блядь, снимают на телефон, но он как будто отошел от реальности камеди. Там да. Стендап другое. Он не заходит в Бризоли. И он такой старше комиков, но он деньги зарабатывает. А они не зарабатывают, но разъебывают. Его жизнь что? Готовый сценарий. Вот это, типа комик, извините, славы, но все еще пытается там. Да. И в конце сериала он там начинает, правда, классно выступать. Потому что он приходит с Red Bull, наливает его, не заходит и такой, ну я зато Red Bull купил. Вот это надо. Да, хотелось бы. А не какой он там классный.
Вот это, ладно, я хотел, Это все виновно. Да, да. Я хотел опять перейти про неудачные примеры из нынешних сериалов, потом думаю, да, что их обсуждать, все понятно. Там уже на фазе сценария разговор, это тупой российский зритель не поймет. Да. Нам надо, чтобы ты там вышел... Попроще, да. С Дикси и колбасу купил, а она не сырокопченая. Ну вот это вот зашкварная хуета это все. Может, когда-нибудь у нас будет кто-то, кто это будет снимать, ну, свежо. Да, я думаю, появится. Современно. Как со стендапом, ну, 22 комика. Тебе понравилось 22 комика? Ну, это было интересно, да. Так это же Томас тоже, да, получается? Не. Нет, ты это не думаешь? Тимур Каргинов, Артур Чапарян и Шарапов. А, Томас там не имел отношения, да? Насколько мне известно. Как будто он там тоже был в пределе. Не, конечно, это было... Мне только не нравилось, что там много комиков определенного стиля. Как будто классно, чтобы там они всех снимали в этой стилистике. Потому что это было очень трушно и со вкусом. Ты имеешь в виду, чтобы... Много было альтернативщиков там, которые... типа, не так часто выступают, делают это, ну, для души. И там не хватало как будто еще комиков 40 таких, более проще. Чтобы вот в этом стиле это заходило тоже, но в этом стиле. И тогда, может, чтобы это была альтернативная какая-то площадка. Но мне на самом деле и так, например, показалось, что какой-нибудь там Киселев не очень в этом стиле выступал. Но, может быть, мне так показалось, потому что я его знаю. Ну не да, знаю, да, что он да, как да. будто в этот формат не очень вписывается. Ну там много только не вписался. А если сторонний человек, который никого не знает, он, наверное, и не обращал. Он такой, да и этот нормальный, и ну, этот да, нормальный. Да. Это мы, наверное, из-за того, что мы в курсе. Ну да, вот, короче, сериал должен быть как 22 комика, только сериал. Во-во-во, вот, я поэтому я, да, об этом я согласен. Вспомнил. Да. Алан, зачитаешь? Да, давай. Ты там что-то угорала, прям я заметил. Да, я угорала с подписи к донату. Так, Сережа Пихтонников, 100 рублей в тольяттинской тусовке, в которой я выступал, лучшему комику микрофона дарят алкоголь из бара. Однажды я был признан лучшим, но мне 15, и вместо алкоголя я выиграл пачку пельменей. МСК далеко до такого. Да, спасибо за донат. Да, да, ну мы надеемся, скоро будут килограмм мяса давать, чтобы тоже комедия росла в регионах. Пусть комедия растет, надо давать бабки. Ну, в смысле, мясо или там. Да, за донаты спасибо, конечно. Спасибо за донат, да. Ну, удачи тебе там, ты молодец. 15 лет. А вот как ты думаешь, оптимальный возраст, чтобы начать? Понятное дело, что никогда не поздно и никогда не рано. Но как тебе кажется, вот идеально? Вот условно создаешь искусственного курса. Я думаю, чем раньше, тем лучше. Я мог бы начать, ну, просто я когда начал выступать, это только потому, что стендап появился, что-то понятное, что ты один. Тогда только КВН был, и я просто видел микрофон открытый в Ростове. За год до стендапа на ТНТ был чувак, который посмотрел Карлина, тогда только перевели. И он посмотрел и пошел в бар, где я был знакомый, договорился, что будет открытый микрофон, будет стендап. И я такой, это как Карлин, типа? А я тогда, ну, был в КВН, и мне было интересно, что за... Ну, он правда будет делать стендап, как Крис Рок. Я такой прихожу, и он выступает, еще два чувака. Они там наворовали шуток и рассказывали их. И я такой, блин, жалко, что у нас в России стендапа нет, я бы им занялся. И только через год на ТНТ он начал показываться, и у нас появилось два в городе открытых микрофона. И я такой, все, я точно иду. И если бы вот, потому что мне, возможно, не хватило бы яиц, ну, мне не хватило яиц, за 5 лет до этого стендап делать, потому что сам, у нас артисты разговорного жанра как-то утеряны из-за КВН, потому что аншлаг это для старперов, хотя это и есть артист разговорного жанра, а КВН это для молодых, но там командная игра. И поэтому у нас как-то стендап в России. И если бы я, когда мне было в 20 лет пошел в стендап, я надо был один, блядь, в Ростове сумасшедший, который делает что-то артхаусное. И только когда по телеку показы стали, во всех барах стало норм, открытый микрофон, open mic, там задешево, мы делаем программу, люди приходят. И типа чуваки что-то задвигают. И я думаю, чем раньше, тем лучше. А вот если такое мнение, это просто предположение, что... Поздно пришел в стендап. Я пришел в стендап в 25 лет. Вот я пришел в 27.
Твася Медведев, по-моему, в 20 лет. Вот я о чем думаю. А если с такой точки зрения на это посмотреть, когда ты приходишь молодой, так уж показывает практика, если ты сильно поглубишься в стендап, то у тебя закроется... Твой мир на стендапе в какой-то момент сильно закроется, если ты на нем, если у тебя будет получаться. Типа вся твоя жизнь стендап, стендапом, да, становится. И ты не какого-то... Не до этого в говна. Во-во-во. Я потому что, я искал, возможно, я просто так ищу плюсы в своем, в то, что я в 27 начал, но типа я и в универе поучился, и на работе поработал, и в какое-то время просто безработным посидел, который ничего не знал, что делает, искал что-то там, тут с людьми пообщался, там просто обычного какого-то житейского опыта набрался, понял, как люди общаются, потому что это предположение, я же не говорю, что, но я когда скажу, ты... Почему я так считаю? Ну да, ну ты понял, что я имею в виду, если ты комик, то ты сразу начинаешь все и оценивать как комик, и думать сразу как комик, как это в шутку превратить, и сам не поработал, на своей шкуре не ощутил, что такое офисная жизнь, что такое совместное там или еще что-то. Я думаю, почему чем раньше, тем лучше, потому что, как и в любом творчестве, в стендапе есть момент, когда ты лет через 6, хоть тебе 20 лет было, когда ты начал, хоть 15, хоть 30, лет через 6 выступлений интенсивных, постоянных, а ты приходишь ну, через 5, кто-то, может, раньше, в кризис своей личности. Через творчество. Ты попробовал уже все, и ты такой разочаровываешься. И потом наступает момент обнуления, когда ты отпускаешь вот то очарование, за которым ты приходил сюда. Потому что ты уже, тебе уже тошнит от этого всего. А 5-6 лет это просто твое наблюдение? Ну, или это пример, так, да. Ну, в основном, наверное, года через 2 ты не разочаруешься еще. Ага. Через лет 6 ты разочаруешься не в этом жанре, а в себе. Потому что если ты пишешь музыку, если ты пишешь там что-то там в еще, целом, любое творческое, да, ты же через себя пропускаешь все это. И потом наступает, когда ты все уже пропустил. И ты типа все, ну, все себя изучил. И ты такой, я как будто не получаю то, что хотел. Ну, тебе кажется, типа, ты там недооценен. И ты начинаешь, потому что ты уже все сделал, и ты начинаешь тогда обнуляться. Это идет переломный момент. Ты или начинаешь наконец-таки уже в своем стиле это все делать, или ты идешь в кризис, или бросаешь. И это неизбежно. И как в отношениях. Вот, я только хотел сказать, как все похоже. Это же отношения. Это похоже на отношения. Типа, ты пришел, ты хочешь страсти какой-то. Да. И вот ты, когда уже все прошел, вам кажется, что вам уже нечем говорить, это потому что вы уже 5 лет вместе или 6. Да. Вот потом вы должны детей заводить, потому что если ты бросишь, то ты опять найдешь девушку, и у вас будет все заново. Ты думаешь, что будет другая лучше. Она будет такая же, только с новым лицом. Так же и здесь. Ты не убежишь, ты можешь прийти в другую сферу, стать диджеем. И ты через лет 6-7 попадешь в кризис своей личности. И ты опять будешь думать, я буду диджеем. Через 3. Любовь живет 3 года. Ну, там 4, может, какого-то. Да. Но я имею в виду, года 2-3, это еще... Ты пока, короче, все то есть, не так когда ты доходишь... вокруг, но ты молодец. Когда ты доходишь до этого кризиса, ты в итоге личности, решаешь. Да. Ты в итоге решаешь, есть либо... Я понял. Я... О, прикольно, кстати. Да, это только оттуда я имею. Я к тому, что я это на своей шкуре как будто ощутил, что ты как будто, когда до этой точки доходишь, ты такой, либо я сейчас попробую перерасти из чего-то нового в этом кайфануть, это либо я пойду в другое место и опять заново начну, но опять вернусь к этой же точке все равно. Там будут и плюсы, и минусы, и самые лучшие в этом деле, и ты там к ним стремишься, и ты... Но вопрос, это, чтобы ты мог что-то сказать, тебе надо прям обнулиться, и чтобы обнулиться, тебе надо говна поесть. Mm. То есть тут, как в любом жанре, в стендапе, как в любом вообще искусстве, ты или хаваешь говно большими пачками, ты или ты обходишь кучу с говном, но в конце тебя ждет огромная куча. А как и вот быть? И ты можешь не переварить ее и уйти из этого. А как что... быть таким комиком, как Руслан Мухтаров? Ну, не ест человек говно. Он только разъебывает. Но нет, он не только разъебывает, он ест говно просто немного реже. Просто дома один. Нет, ну я был, когда он злился, его поставили первым. Зал пьяный. Но это же огромная редкость. Мы когда говорим, он жрёшь говно, это поедает, ж когда... Но ему уже много лет, он в смысле по чуть-чуть их поедает. И вот лет через 10, может быть... А, у него просто кажется... дольше этот цикл растянут будет. Да-да-да. Ты или идешь в подвалы и ешь говно 3 раза в день,
Ты не убежишь от этого говна. Но ты через года два уже его поел так, что у тебя все нормально. Я сейчас говорю не про известность, а про комедию твою. Да. Именно как ты, как творческая единица со стилем, со своим репертуаром, как артист. А давай вот покопаемся. Ты, да. Да, и ты ли, смотри, если ты будешь это говно обходить и уступать только в клубе, сниматься там, блядь, и тебя будут хвалить и попадать в разгоны там, то ты, тебя ждет огромная куча говна, которую тебе скажут есть только, ну, всю сейчас. Mm-hmm. И ты можешь ее не съесть, потому что ее много, и уйти, потому что у тебя будет, ты отравишься. И есть такие, кто уходит, на паузу берет. Я придумал, что... Ставит стендап на стоп, потому что они говна, блядь, только не ожидали. Я в описании под этим выпуском напишу, обсудили со Львом, как правильно есть говно. Да, да. Причем смешно, что я когда в Ростове живу, занимался стендапом, там говорили поесть говно. Когда я приехал в Москву, тут говорят сосать хуи. Ага. Это как будто тоже что-то... На Западе говорят бомбить. Что-то гомосексуальное, в смысле, в Москве все-таки есть. Да. Все-таки, да. Я придерживаюсь поесть говна синонима, чем... Ну да. Ну, метафора. Привычнее. Чем... Я знаешь, чем подумал? Сосать что... не надо. Лучше ешьте говно. Я знаешь, чем подумал? Что вот это вот перерождение, так его назовем, когда... Ну, это не перерождение, это бывает тупик. Как будто вот птица Феникс, тебе надо умереть, чтобы возродиться. И вот этот стилек у тебя появляется именно тогда, когда немножко похуизма появится. Не похуизма, когда ты на дне. Нет, это ну, не, ну я как... к тому, что после того, как ты на дне, у тебя появится какой-то похуизм в плане того, что не зайду, да я, блядь, уже столько раз не заходил, мне вообще поебать. Ну, и ты из этого уже издавать начинаешь более стилево. Ну да, я да, не да, имею в виду, что тебе уже насрать. Ты не зависишь от реакции публики. Да, да, я не... Причем я не имею в виду, тут главное не путать, не имею в виду, что ты выходишь такой, мне плевать, как я выступлю. Да. Ты все еще стараешься выступить хорошо, но у тебя уже в голове сидит, что вообще не страшно, если я выступлю плохо. И из-за этого у тебя и появляется вот эта свобода, которую зал сразу чувствует, когда ты раскрепощенный. Ну тут, короче, тонкий лед, что ты говоришь, между я буду выступать на отъебись, потому что я крутой, самоуверенный, и тем, что ты, блядь, был в таких местах, в таких вещах поучаствовал, что это тебя как личность поломало. И ты просто выбрал продолжать, а не ушел. Это немного разные вещи. То есть в Москве просто ты покупаешь худи, выступаешь на отъебись, говоришь, как ты подрочил, и это немного не то. Я сейчас говорил, что ты был в открытом микрофоне, тебе сказали, ты не проходишь. Тебя скинули со сцены в Comedy Battle, ты вернулся в свой регион, тебя там уже никто не знает. Ты пошел на ТНТ, отступал, тебе заплатили деньги, тебя похвалили, а потом тебя послали нахуй, а другие кого там, блядь, уже везде снимаются там. Потом ты в Сутори не стоишь, всё у тебя верно. Нету сольника, тебя никто не знает, а тебе уже 50 лет. Вот это ломает тебя, и ты выбираешь продолжать это или уходить из стендапа и заниматься чем-то для родственников. Это немного разные вещи. Оно как будто одно другому не мешает. Все равно, даже если тебя это сломало, как ты говоришь, в момент, вот в этот момент, когда ты выходишь на сцену, ты же все равно выходишь на сцену, чтобы быть... Да, я имею в виду, ты прав, попытаться я бы хотел быть уточнить хорошим. Для тех, кто смотрит, что мы не говорим не выступать в Москве с таким лицом, я охуенный комик, блядь. Вот это меня прям бесит. Вот что такие комики есть. Потому что это такая люди... хуйня полная. Нет, в смысле, люди приезжают иногда с регионов в Москву и видят это и такие, а почему тут так все ведут себя? Меня, знаешь, как... Меня... Я и вот о чем говорю. Худи без брендов, штаны какие-то, треники. Если ты это делаешь стилево, то да, но меня... Никто не ржет, и ты такой на падках не уступаешь, и ты такой, а почему так делаешь, чувак? В чем? Вот, я про это говорю. Когда комик стоит и такой, не заходит, такой, честно, мне вообще похуй, что я не захожу. Я думаю, а нахуй ты на сцену вышел? Нет, дурак, он начал рассказывать весь год 5 минут свои конченые. Да. Про как он подрочил. Или... Это такие... возвращаясь опять же к этой истории, да. Что ты тут зачесываешь, что тебе похуй, да, на зал, это немного ты не вышел, та история, я имею в виду, давай подчеркнем. Я к тому, что не надо зачесывать, что тебе похуй, на зал, ты вышел перед залом выступать, если бы тебе было похуй, ты бы не вышел за одобрением этого зала, поэтому раз уж ты вышел, будь... Ну это какой-то юношеский максимализм, да, ему там 25 лет, он такой, я уже кроссовки купил, мама моя, блядь, считает, что я дурак, но да. Я буду против родителей и начинаю там... И вместо того, чтобы то попытаться я быть... с Медведевым постоял в курилке. Вот такое. Это вместо того, чтобы попытаться быть смешнее, скажу, что мне похуй. Это вот тупость. И вот реально, многие молодые комики, нет, они вот такие озлобленные. Говно. И...
это есть вот это говно. Они его как раз таки... Которое они жрут? Да. О, меня не взяли на аутсайд. Вот у меня в голове чуть по-другому. Калантариан меня не посмотрел. Почему? Вот это есть... Ну, один из сортов говна, скажем так. Вот это цена вот этой истории, блядь. Какой я охуенный. И у меня просто в голове идеальное говно, которое есть комик, то говно, которое потом тебя растит, это когда ты выходишь, такой, блин, хочется хорошо выступить, ты что-то стараешься, отыгрываешь, не заходит, и ты потом сидишь, и вот так вот думаешь, блядь, тебе хуёво, и ты думаешь, да, вот этот процесс поедания говна, это короче, то, за счёт чего ты растёшь. Ещё есть история, когда ты обнадеживаешь людей, а они пришли, где-то тебя посмотрели в хорошем свете, и пришли на твой концерт. И у тебя провис в начале, и теперь тебе... А шутки дальше у тебя хуже, чем в начале. И теперь тебе надо поднять зал, они не поднимаются. Все вокруг себя считают уебаном, но ты видишь этих, эту парочку, которые поклонники, они тебя видели где-то, где ты хорошо зашел. Да. И они всех позвали. И, вот, и ты видишь их разочарование. И ты такой, на это теперь ты на другом уровне говно ешь. В смысле, ты уже как будто... Из-за тебя других людей будут хуесосить. Это аудитория, это столик. И теперь это твоя маленькая аудитория из этого столика считает тебя на самом деле уёбком. И ты их теряешь. И ты такой, блин, я никому не известный. И я еще уже концерт даю, который все думают, я не готов к концерту. Мне надо возвращаться к 5 минутам. Это уже говно вот этого уровня. Слушай, ну можно глобальные мыслить. Можно глобальные мыслить. Опять же, я помню, Артур Чапарян мне говорил, что типа вот эта мысль, когда ты выходишь в стори, она у меня была как у молодого комика, что ты выходишь в стори и такой, я вообще настраивался новые шутки рассказать, но, блядь, тут 150 человек надо сидит, разъебать, а передо мной еще комик так разъебал, а я сейчас выйду непроверенное, буду рассказывать, т.т. И я просто помню, это вот опять же отрывки фраз. И что сказал Чапарян? Похуй на эти 500, 150, 300 человек, которым сейчас не смешно. Ты работаешь не ради них, если ты надолго в этой игре, а ради какого-то концерта, который ты запишешь. То есть твой итоговый концерт или на то, труп, что ты записываешь, это посмотрит гораздо большее количество людей. И твоя работа заключается в том, чтобы жертвовать этим залом, потому что если это проверка материала, ты проверяешь материал, это не имеется в виду, что на похуй расскажи. Постарайся, расскажи. Нет, тебе надо сейчас решить. Ты выступаешь, чтобы тебя еще позвали сюда, или ты выступаешь, чтобы тебя больше сюда не позвали, но через год ты вырос. И это дилемма невероятная. Но это мы опять о разных между вещах говорим. Между деньгами и перспективами. Но мы о разных вещах говорим. Потому что ты говоришь про комика, которому надо... Он на этапе, когда ему надо заработать рейтинг какой-то внутренний. Чапарян таким поэтому и стал. Потому что он пошел по пути, я на перспективу, и я стану личностью. Он ушел, когда с ТНТ в 2016-м я первый раз приехал на открытый микрофон в клуб. На техничку ТНТ и зашел на микрофон в клуб, стендап-клуб, когда там еще мало людей было, и выступало комиков 7. И идет Артур Чапарян, такой, это 2016 год. Да. Я такой, Артур Чапарян, нихуя себе. Я такой подхожу к нему, говорю, Артур, первый раз мой с ним разговор. Чего там на ТНТ? Потому что он тогда сдавал туда два монолога. Ага. Он говорит, мы с Драком ушли. Это когда я Драк говорил, я и Драк, как и Драк. Да. Вот это тот сезон. Я говорю, в смысле ушли, вы что, ебанутые? Ну, я так подумал. Да. И я туда пытаюсь, ну туда надо всем идти, потому что это показывает по телевизору, Ютуба тогда никто не смотрел. Да. А он говорит, потому что мы сейчас хотим развивать свое имя, а не ТНТ. Когда ты на ТНТ ходишь, ты развиваешь ТНТ. Никто тебя не знает, они могут комиков менять, это ТНТ. А так ты Артур Чапарян. Он говорит, и мы, я такой, нихуя себе, вы что, ёбнулись? И вот тогда я не понимал, о чем он говорил. И сейчас такой, ну Артур уже тогда мыслил по пути на перспективу. То есть он готов в стори не зайти, его больше в стори не будут ставить, но он станет Артуром Чапаряном. Я бы, знаешь, что тут со своей уточнил? Своей комедией и своим шармом. Я бы... И тут надо, это тяжелый, конечно, вопрос, блядь, стор, бабки, много платок или, ну, разогревов за деньги, или путь в никуда, из чего ты состоишь, мы узнаем. Поэтому я бы здесь такое маленькое уточнение внес, что я для себя так решил. Многие комики не проводят такого разграничения. Я все равно сторонник того, чтобы проводить такое разграничение. Как мне кажется, есть комики талантливые и неталантливые. Ну, с большим талантом и с меньшим талантом. Я вот пример тебе приведу. Я там же Настя была в
истории менеджера Совича, который сейчас ушел. Да, да. Она решила кто бы стоять. Я все мечтал в сторе стоять. Я знал, что надо перед ней выступить хорошо, и тогда ты в сторе стоишь. И тогда я решил выступить, как сказал Чапарян, проверить материал, потому что я хочу сольник работать над ним, и я не ведусь на вот эту коммерцию. Ага. Я хуёво выступал. Она меня никогда не звала и не ставила пример. Я в студии так и не выступаю. Ну видишь, ты же не можешь знать. Я пришёл к тому же итогу. Хорошо, такой смотри пример. Но я там не выступаю. Илья Овечкин выступал смешно, просился, чтобы его поставили в сторию. Я помню, да. И ему сказали, что нет, потому что кто на тебя придет. Да-да-да. То есть, видишь, тут нет такого, что если бы ты хорошо выступил, тебя бы поставили. Это тоже не гарантия. Все равно тебя могут поставить куда-то, впихнуть. Там есть такое, что тебя могут впихнуть. Нет, тебя могут впихнуть, но это зависит. Если ты хорошо общаешься. Да, если ты хорошо общаешься, но с кем-то, яйца, с этим. Ну, нужны большие яйца. Да. Они растут в этот момент, когда ты решаешь. Я... Ну, мы начинали с чего? Я вообще изначально, когда я говорил, что молодому комику большинство 99% не надо мериться на Чапаряна, не надо мериться на Усовича. Я считаю, что это талантливый комик, которым все дается легко. И они поэтому и, то есть, нет, там, где, да, да, хорошо. Ну, то есть, там, где он может за два шага пройти, и ты такой, вот если я вот так сделаю, я, наверное, за два шага смогу пройти. Блин, извини, пожалуйста, у тебя, по-моему, микрофон чуть-чуть в сторону смотрит. Можешь вот так шапку снять, кажется? Я просто увидел полоску. А шапку можешь снять черную? О, во-во-во, ты правильно повернул. Да, просто чтобы он на тебя смотрел микрофон. Ага. Что, типа, смотреть, что Чапарян прошел за два шага или Усович, да, прошел за два шага, он у него природно, он легче чувствует. Я хочу поспорить. Ну, давай, давай, вот, да. Вот спустя столько лет, сколько много я там, комиков считает сколько иначе. Я выступаю. Да. Откуда я переехал, что я там делал, как я здесь себя веду, сколько я там где-то, блядь, не заходил, я пришел к выводу, что... Ты говоришь, что не смотрите на Чапарянов, Усовичев. Смотрите именно на них, потому что... Не, смотрите, но не думайте, что у вас так же нет, получится. Нет, делайте так же. Вот это как раз-таки путь искусства. Так, ну-ка, давай. Это кратчайший путь, чтобы добиться голоса. И вы... Я не говорю, что у вас будет такой же успех. А, я в говорю, этом делайте плане? Так не, же. Это да. Именно так же. Это правильный путь. Они делают кратчайший путь, что не хотят сказать, не ведясь на... коммерции. Если у тебя стоит такая цель, да, потому что нет, мы, я, хочу сказать, я тут смотри, внутрь... Что ты, когда так делаешь, ты быстрее добиваешься стилизованного стендапа, и тебя быстрее зовут куда-то, потому что ты чем-то отличаешься, и ты интересный. Чем, но вот если ты будешь уже... идти по пути ТНТ, коммерции... Это немного разное. Эти... Вот, типа, добиться своего стильного стендапа, да, но то, чтобы что тебя его... будут куда-то звать, вообще не факт. Чтобы его добиться, тебе надо вот идти по этому вот, радикальному да, можно пути? Я тебе пример приведу? Прекрасный пример. Чермен Качмазов. Давай. Вот он делает именно... Немного не так. Ну, я к тому, что он давит на свой стилёк. У но него он есть него, свой да, стиль. Он его давит через коммерцию, он в стори выступает. Он в стори только и выступает, у него нет платы. Не-не-не. Его он, не зовет стендап импорт, его на биг раз сто лет. Он идет все равно не по пути Чапаряна. Да нет, ну ты... Это он немного просто... не то. И вот если убрать стор, представь, что он не выступает в стори, у него нет платок. Ну я же знаю, я с ним общался. Все а все почему? Потому он что он идет... по знакомству общается. Он идет по своему стильку, у него свой стилек. Стиль, и я знаю, да. что его стилек не работает в барах, и организаторы это знают. Потому что в баре, где сидят бухие 40-летние типы, им не надо заигрывание черри, который мне очень нравится как комику, но этому бару не надо. И то есть я к тому, что он идет по пути прокачивать свой скилл, да. но это идет, в... это не всегда значит, что у тебя успех будет, потому что у черри нет успеха. Можно он поправить. Стоит... Он пока в... что, чер, он брат, я в тебя верю. В шаге от Чапаряна. Только он этого не попал вот в эту вот колею, потому что он как раз-таки иногда делал не так. Например? Например, он все равно находил там менеджера вот этого Танасенко. Он все равно ходил на рубрику. Он все равно ну, пробовал, в клубе. Да. Он, ему надо быть радикально настроенным. До конца. Он мне радикально идти настроен, туда. Так он может еще туда... побольше. Я так считаю. Ну смотри, он мне объяснял, зачем он шел в стор. Это вообще не разница с развитием как комика. Не в стор, а в рубрику. Он мне говорит, я хочу пойти в рубрику, чтобы прокачать дисциплину писательскую. Опять же, свои скиллы как комика тогда хочешь это прокачать. Это не чапаряновская движуха. Чапаряновская движуха почти, же заключается почти в том, так, да. почти.
И вот если бы он прям вообще на сухом шел ну листе. Ну, ты хочешь сказать, если бы он делал прям как... Он прям почти Чапарян. Ну, смотри, если бы он делал как прям как Чапарян, ты думаешь, у него бы успешнее была дорога? Вообще не факт. То есть 100% успешнее. Просто он уже почти там. Нет, тут странно не учитывать манеру комика. Есть барные комики, которых зовут на платки, потому что он выйдет в бар на шумный такой... Эй, давайте, Чера не такой. И как бы он ни прокачивался, он вот эту стадию... Скорее всего, когда ему он станет надо, успешным... Я говорю, ему надо было быть еще более в этой границе вообще не барный комик. Еще более. Да, то есть он просто перескочит эту историю и уже перейдет на формат потому концерты. Потому что его не перескочить, потому что он между ходит. Он все равно попадает вот в эти коммерческие истории. Но я смотря от чего отталкиваюсь. Не дают ему быть Чапаряном. Я отталкиваюсь от чего? От того, что комики молодые. Сейчас они такие, как мне получить... У них не стоит в голове, у коми просто это данность. Блин, я с этим не. Что мы куда-то зашли. Да не похуй, да, мы копаемся. Нет такого, вообще. Что мы в глубину куда-то ушли. Не, внутри копаемся. У комиков сейчас нет. Я не за это. У меня в голове, я не знаю, как у тебя или у кого-то еще. У меня в голове глобальная моя цель стоит в том, чтобы прокачаться как комик, сделать что-то пиздато и именно со своим стилем. Да. У кого-то это попасть в тусовку, у кого-то это попасть на платки, у кого-то это и то, или там какую-то эту получить. Это все разные пути, и когда я говорю, что у большинства молодых комиков сейчас в голове именно эфиры, деньги, как мне выжить. Что-что? Это у всех так было. Ну, я к тому и говорю. И я молодых, когда, и тех, кто сейчас. И я когда говорю, что вот как стоит делать, я это говорю, не отталкиваясь от того пути, который, как мне, ну, не от своего пути, что это чтобы тебе прокачаться как комику. А когда спрашивают, что мне сделать, как попасть, мне вот чувак пишет, позови молодого комика, обсудите, как на платки попасть или еще что-то. Или вот я тебе перед эфиром рассказывал, мне Егор Александров прислал пост, как какой-то молодой комик написал, что вот они с Селегеем сидят, зажрались, сидят сначала. Ну, так и есть, бро. Да, мы зажрались, во-первых. Ну, но ты, видишь, блин, мы с Кириллом талантливые. Как и мы. Просто и, мы талантливые. Ты называешь это lucky man, ну, я называю это талант. Не говори, ты что. Талантливый — это очень громко звучит. Не, я Лёня, смотри, со стороны, блин, ты приехал в Москву, ты хорошо уступаешь. Ты со всеми общаешься. Ну, видишь, это со стороны. Я тебе если вот подробно распишу, как у меня. Вот хочешь, я тебе подробно распишу, и я ты скажи знаю, мне я это. Я же это все видел. Я имею в виду, что это все равно удача. Я к тому, то, что ты этого не я к чему это говорю? А то, что это все классно складывается. Не, я понимаю, но это возвращаясь к разговору с Джанкёзом, который я несколько раз говорил с Джанкёзом. Угу. Чтобы тебе повезло, ты должен создавать почву атмосферу, для того, чтобы тебе повезло. Чем больше почв ты создашь, Я просто имею в виду. Я не про это вообще. Мы просто резко свернули. Я про что говорил, что вот этот молодой комик, который написал, что мы зажрались, по его тексте видно, что он такой: как не надо за эфиром гнаться, надо за эфиром гнаться. Я про такой озлобленный тип, скорее всего, из-за озлобленности у него все так туговато и идет. Ну, он еще начинает. Комик, он такой: зачем мы сначала говорим, что не надо комику гнаться за эфирами, прокачай себя как комика. Потом, через какое-то время, мы обсуждаем, что когда ты уже как комик состоялся, ты хочешь. Денег, да, уже чуть-чуть ты повзрослел, в конце концов. Можно без денег. И ты говоришь про два разных этапа, он тебе пишет. А вот вы сначала сказали, что не надо за эфирами гнаться, а потом такие: без денег не хочу стендапом заниматься. Ну и ты такой, ну вообще тип не понял, о чем мы говорим. О том, что мы говорим про разные этапы, что в одно время надо... Ну это вот все про осознанность. Потом попиши, снимать. Да. Сначала зачетка работает, ты заработаешь на зачетку, потом раз зачетка работает. Ну, все хотят же сразу. Вот, это к разговору о том, что молодые хотят сразу. Это типа скучно. Да, да. Да, причем они сразу видят же результат и хотят быть в нем. Нахер им смотреть на матчи, когда уже кайф играть. Ну вот, да, я про то и говорю, что у молодых просто акценты не на то. Да как это не на то? Это так всегда было. Они видят, блядь, уже итог и хотят в нем быть. Да, Витя, отодвинь чуть микрофон, пожалуйста. Слишком громко? Ну, это я завелся просто. Да, мы еще, блин, зачем мы заговорили. И получилось у нас разговор
на тонком вот этом, блядь, чпарян. Ну просто, видишь, да. Мы всех комиков знаем, и мы прям каждый вариант... Есть суперудачный, суперуспешный, еще и трудолюбивый. Есть не очень талантливый, но сильно трудолюбивый, тоже пробился. Есть не трудолюбивый, но талантливый и пробился. Пока, ну, блядь, плюс-минус имеем в виду. В России, конечно, пока вот столько есть... всего, вот столько передач и столько пробилось. Давай так, а давай... 12, блядь. А давай не про верхи поговорим, да. А про низы. Да, давай. Вот ты знаешь комиков, которые... Для меня это вообще норма, потому что я постоянно общаюсь как раз-таки со всеми. То есть да, на фестивалях, да. В всяких поездках. Я любых, с ними любых масштабов. Знакомлюсь, да. Я прям, мне нравится это вот, вот это все. Так, давай я прочитаю донат Андрея Шумилова. Он просто в Ютубе, чтобы он опять не пропал. Он заплатил. Подожди, там перед ним есть еще один донат. Андрей опять заплатил? Да, опять там, бабок прислал. Блин, Андрюха вообще Андрюха, ты сегодня, у тебя, видимо, платка какая-то сегодня не, была, и ты ее сюда втопить решил. Походу, он у киселя выступил и думает, блядь, я не заслужил. И кинул пятак. Андрюх, ты плохо выступил и вот сюда решил? Вообще респект. Респект. Но Андрюха всегда мы хорошо, с тобой поболтаем тоже, всегда, Андрюх. Он всегда хорошо выступает, я вообще не помню, что он не, вообще угар, да. Ну, мы сегодня же, Андрюх, мы же сегодня вместе. С ним, Андрюха блин, бешеный, блядь, трушный чувак, пиздец, это вообще икона. Просто я, ну, думаю, когда-нибудь мы о нем поговорим. Да-да-да. Что ты хотел зачитать? Да, перед его донатом есть еще один. Hard Head. Сижу дома, походу, болею, а микрошкой не супер отстойно, но всем желаю не болеть. Это Real Щит. Спасибо большое за донат. Спасибо, и выздоравливай. Витамин да. D, пейте витамин D. Помогает? Да-да. Это я пью. Для иммунитета. Солнышко, чтобы всякий омикрон уходил быстрее. Да, надеюсь, наш подкаст поможет тебе выздороветь быстрее. Так, дальше, прочитай, ну, тогда уже ты все. Андрей Шумилов, ё-моё, какие мечты подожди, ваши. Подожди, дай прочитаю. Ё-моё, какие я... мечты ваши. Это его интонация. Это вопрос, типа? Да, такое, мечты. Какие мечты ваши. Ну, Давид, ты что хочешь, спасибо сняться? Спасибо, Андрюх. Да? Ну, нет, ну, для мечты это мелковато. Мечта — это что-то недостижимое, наверное. Хочешь стать Джо Роганом, получается. Вот Джо Роган — это идея. Вот знаешь, о чем я жалею? Что вот сегодня я буквально про Джо Рогана смотрел. Он в Америке же, и американские знаменитости — это мировые знаменитости. Да-да. И он любит UFC, это тоже мировое достояние. Я люблю баскетбол. То есть в идеале, вот мечта моя, чтобы я был супер комиком, который Madison Square Garden собирает, ездит нихуя по всему себе. Миру. При этом я еще и топовый комментатор в NBA, который в тусовке NBA-шной, и его все игроки знают. То есть я же про мечты говорю. Да, да, да. Ну, как да, Джо да, Роган, да, только нравится, он в UFC, да. А я в баскетболе. Мне прям нравится. Да, и каждый день... Бля, ладно, я не буду говорить. Ну там с тобой была, с наркотиками шутка, я не буду ее говорить. Угу. И ты, короче, и ты еще и комик. И ты еще снимаешь... Ну, да, я комик, комментатор сплэшу, да? И подкастер. У меня топ-2 подкаст после Джо Рогана угу. В мире. Вот так, блин, вот. Тогда, Давид, тебе надо общаться не с теми, с кем ты общаешься. Потому что Джо Роган как раз-таки, он немного другого поля ягода. Он на связи? Хотя нет, не у связи. Меня вот недавно был... Он общается с чуваками типа Джо Диаса еще из 70-х. Я вот с Львом Марсалом общаюсь, вообще нормально. Надо еще больше таких тебе. Тебе надо общаться не с кубовскими успешными, а с такими, блядь, убийцами, которые кого-то убили у них там, блядь, двойная жизнь, они там, блядь, на тонком идут. Вот у меня был подкаст... У меня был подкаст недавно... Он как раз-таки общается вот с такими бешеными чуваками. У меня был подкаст недавно с Владом Нафани, игроком в Counter-Strike, мировая знаменитость в мире, топ-2. Ну, ты взял, что он успешный. Ну, я просто и кайфую со стендапа. Тебе надо звать чуваков типа Кулакова. Так. И разговаривать с ними про их дерьмо. И вот если ты будешь с такими чуваками общаться, вот тогда ты будешь Джо Роганом. Ну это что-то, это у меня будет передача... С Эрмом Массевом, блядь, про аутсайд, с Артемом Винокуром, блядь, который там все заебись у него. Потом там зовешь с клуба каких-то комик, Селегея, там, блядь, Васю, Малого, и, блядь, как ты станешь Джо Роганом? Ты зовешь только успешных чуваков. А что, он на Джо Диазе стал знаменитым? А? Он нет, на Джо Диазе. У него там было еще до хрена неизвестных комиков, которыми он выступает в Comedy Story. Он говорит, ну... это чувак трушный, вы поймете почему потом, через 5 лет. Слушай, я у меня был... Стигура, я вообще не против этого. Не сразу. И он его звал уже тогда. Я вообще не против Стигура, этого. Это ебать. Один из самых маленьких, конечно, просмотров в авторитете мысли Миша Боссов. Вообще вот, потрясающий вот, выпуск. Надо больше Миш Боссов, чтобы стать Джо Роганом. Так у нас надо комиков, прям... блядь, 50 в России, в Москве, блядь, которых ну, ты толковых. Успешно. Нет, а толковых. Еще 50...
Тебя там Мун Хуева звать. Там... Да он же умер. Ну вот, надо его оживить. Воскресить. Алика Ибрагимова звать, блядь. Какого-нибудь чувака, который с Цедраком был, когда его там сказали уезжать. Вот какого-то друга его. Ну не комика, но друга. Вот это все делать. Все будет, все тогда будет. Тогда ты будешь Джоган. Вы, три месяца подкаста все. Подкаст это какой-нибудь Самуэл Киновян опять, блядь, или Артём это... Там... Почему ты так говоришь? У меня вообще редко повторяются гости. Нет, ну и я просто не знал, кто был. Ну вот после... Смотри, вещь? Кто был в прошлый раз? Сева. Роман Кискин, где ты Сева. Его видел? Раз. А, Сева был. Сева, а, потом кто-то... Сева у меня первый раз был. Роман Кискин был. Миша Босов был. Ну ты, блядь, сразу Гош... берешь такие... А кто же у тебя был до этого? Не, ну были, понятное дело, что были а сейчас там. Но, сейчас опять будут какие-то, тебя... блядь, успешные, да? Да у меня нету, на самом деле у меня нет такого, что я такой вот, ну была, одна неделя была, когда я такой вот его, просто чтобы чуть-чуть качнуть канал, угу, потому угу. что, ну надо я качнуть думаю, канал. Качать вы, кстати, канал, прямо сейчас, вот смотрите, вас 183 человека, прямо сейчас можете колокольчик нажать, я смотрел видос, что этот колокольчик сильно бустит, поставить колокольчик, и, а если вы в записи смотрите, тоже, кстати, колокольчик и поставить все уведомления, я просто хочу, чтобы он, короче, я заметил, что несколько видосов, YouTube пихает в рекомендованное, но не сразу, из-за того, что вот чуть-чуть все еще алгоритмы ты, херово работают. Я думаю, через 5 будешь вообще пиздец, какой бешеный чувак. Я надеюсь попасть опять на подкаст или через 5. Точно будет. У тебя будет точно лимон. Буду, на... Точно попадешь. Где-то лимон на полтора, плюс ты будешь. Ну уже... лучше, чем я подкастера нет в России. И не будет смысла, ты же просто раньше начал еще. Ты, я имею в виду, лет через 5, блядь, Давид будет, блядь, пиздец. Он уже сейчас, ты переехал в Москву, в Бризоле, блядь, выступал. Прошло года 2, ты глянь, тут у тебя пиздец, колокольчики, свет, все, блядь, топовые комики ходят, блядь, я тут самое дно из них. Вообще нет. Блядь, кидаю донаты каждую минуту. Вообще по 500 нет. Шумилов, блядь, как столько, думаешь, блядь, в белорусский стендап не вложу, сколько он уже в этот твой подкаст вложил. Тут точно ледогенератор будет через неделю. Как ты говоришь, что ты дно, самое дно, если у меня Денис Антипин был? Ну, это если прям на чистоту. Но все же думают, что Денис хороший, поэтому, блядь. Кто думает? Никто так не думает. Да все думают, блядь. Канапе пацан вообще, это, блядь, ты видел на ютубе? Сериал ебашит. Да. Канапе пацан, блядь, уже там... Да его ничему жизнь не учит. Брат, Семен у него, блядь, канал заберет. Вот это успех, еще... блядь. Денис — это такой трамплин для нормальных комиков. Я Дениса... Ты вообще... Ты знаешь, что я Дениса терпеть не могу? Опа. Или ты только узнал сейчас? Так, ну-ка поподробнее. Я всегда, блядь, его такой пиздец. Я просто, когда приехал в Москву, я думал, Дениска такой классный парень. Ага. И когда я увидел, как он, блядь, общается, я такой, блин, Дениса... Должно быть все плохо. Я такой, я против Дениса буду всегда. А как он общается? Получается, он, а как он молодец, общается? Охуенно разогревает и выступает в ТНТ. И вообще, блядь, подожди, а как он, а как он, ну, что не так в его общении? Все, нет, все плохо. Я вообще не рад, ну, тому, что... Нет, классно, Денис молодец, что у него все получается, но я не рад этому. Вот что я сейчас хочу, короче, его похвалить. Очень искренне. Но сказать, что мне не нравится. Я пытаюсь уровень кековости вычислить. Подожди, Денис классный парень. Так. Тут точно. И он старается как лучше, со всеми общается. Но мне этот подхалимаш, блядь, не нравится нахуй. И все эти его разогревы охуенно мне не нравятся. У Дениса подхалимаш? Денис же тип, который влетает и говорит, иди нахуй. Да, блядь, все равно подлизывает, блядь. Я имею в виду, что в целом он молодец и крутой чувак. И он потянул неужели более и подлизи? Снимает сериал, и с тобой делал сит-даун, вообще заебись. Но мне не нравится, это все плохо, я имею в виду. И тут, короче, надо, чтобы Денис не обижался на меня, но... Да он не решает ничего, тебе не похуй, ну не попадешь-ка на ППЦ. Не, но все равно он подумает, кому что этот я сериал плохо, обосранный потому нужен. Что я плохой. Не понравилось? Ой, извини. А я пытаюсь просто сказать, что вот, и как я считаю, искренне, но при этом все равно он, ну, молодец на фоне всего. Ну я не рад. Но то, что он делает, это, блядь, такая... Он молодец, что с таким крохотным мозгом у него получаются такие вещи. Вот, вот это то, что я хочу сказать. Что он переоценен пиздец как, блядь. Он попал в клуб через год, блядь, общаясь там, блядь, с Эллом, блядь, ходя там, блядь. А ты слышал слух, кстати? Свою. Он там вечно, блядь, сюда же судьбой едят вегетарианскую кухню, блядь. Все, я в клубе, блядь. Он резидент клуба, блядь. Канапе пацан, все разгоны с ним. Вот это мне не нравится. Но Денис молодец. Он правда старается, и он старается как лучше, старается с ними общаться.
То есть я, в смысле, на самом деле ничего плохого мне никогда не делал. И он, наверное, в ахуе, что я против него. Но я против него был всегда. Уже несколько лет, я, когда-то вы еще седаун снимали, я такой, блядь, Денис, ему похуй на седаун, и я, блядь, против. Денис не должен, блядь, я хотел, чтобы Денис был трушный чувак, который делает свою комедию, а он, блядь, под халимажем занимается и, блядь, везде там. И в итоге он, я комик Куба. Вот мне нравится. Но Денис молодец. Ну все, он уже прыгнул выше головы. Выше он, блядь, прыгает каждый день нахуй. И я потом слышу от каких-то комиков, ну Денис охуенно разогревает. Блядь, охуенно вообще. Да, Денис гений разогрев. Давайте вообще сделаем шоу, разогреваешь Дениса Типин. Будем, блядь, просто радоваться, смотри, как он разогревает. Я помню, как он на сет-лист приходил, и все бесились, что все выходят и мучаются на сет-листе, пытаясь тему придумать, а он с залом начинает гореть, да, и разъебывает. Да, и он, нет, типа, он идет, ну, не по той дорожке, и грязная игра. Во-во-во, все говорили, да, бля, он не сет-лист, да, разгоняет, а с залом общается, и, конечно, да, он всех, да, разъебывает. Да, да. Но я помню, что он в какой-то момент его это напрягало, а в какой-то момент он такой, да мне похуй, я вот такой. Не, круто, что он вообще не парится, и у него все сложилось отлично. Я в ахуе. Потому что я такой, блин, ну это только в кино такое может быть. Я в шоке, что... Вот, блядь, он и начал кино снимать про себя. Он стал снимать кино, и блядь, это самый худший сценарий, что он стал резидентом Куба, открывает биг стендапы и сидит на разгонах каждый день. Это комедия какая-то. Но его в книжный клуб не зовут. Да, это вопрос времени, ну, потому что Квашонкин там, а если бы там был, блядь, Эльдар Гусейнов решал, он бы там точно каждый день сидел. Но я имею в виду, что это комедия, блядь, это какой-то фильм, блядь, про Дениса Антипина, я смотрю... Он не комик, он клоун. Конечно, ты у него шутку хотел, ну, процитировать, у него была одна шутка охуенная, когда он должен вылизывать тарелку на сухо, его отец учил делать кунингус. Он пошел на ТНТ, блядь, ему там платицем переделал. Теперь он говорит, не насухо, насухо, это был разъеб. Да. Я всегда думал, блядь, как охуенно. Вот если бы у него еще таких было, что-то так, ну, еще 10, это охуенно. Денис, ты на правильном пути, ты охуенно, чувак. И он, блядь, послушал этих ебанов и начал делать не насухо. Это же было, ну, разъеб. А на чем поменял? Он там, типа, меня тебе учил делать кунингус на этих тарелках и, типа... Поэтому надо мыть посуду. Ну, так, короче, там все стало хорошо. Все устраивающие стендап для ТНТ. Я такой, блядь, пиздец. Чувак, это ты дошел до разъеба и, блядь, отказался от него. И вот, подожди, а знаменитая его шутка про телефон-раскладушку? И еще там есть, когда без ебана. Но он это рассказывает только на каких-то падках, не на... Так, подожди, а шутка, что он открывает телефон-раскладушку, а там дед спит? Ну, это же труп. Короче, я вообще за Дэна всегда был, с его часами, я но... Кассио, татуировкой, и там я не сплю. Но я поэтому так злюсь, что типа, блядь, Дэн для меня всегда был топ. Я ему кофе машину... Давай, надо подарил. Его выпрямить просто, его надо, наверное, путь наставить. Сбился пацан просто. А он уже не наставишь его, ты чего? Да можно. Блядь? Вопрос, слушать меня или, блядь, быть в охуенных отношениях? Я хочу прочитать коммент. Я хочу прочитать коммент. Нет, подожди, там Лев не ответил еще. А у него мечта? Да тут просто комплимент, я хочу прочитать. Давай. Лев, у тебя очень приятная, смешная аура. Спасибо, что радеешь за комедийное движение. В этом году был на панчлайне и ждал твоих предложений от профсоюза на профсоюзе комиков. Как жалко, что все не отнеслись и дальше не... Серьезно, да. Да, не... Ну как будто, чуваки, нам же и так все хорошо, поэтому нам профсоюз не нужен. Мы и так можем общаться. Никто не запрещает, все читают, можно писать друг другу. Надо общаться. Не стесняйтесь, никогда общаться, вам точно ответят. Ты про мечту не ответил. А там какой был вопрос? Какие у вас мечты? Мечты? Я всегда, короче, когда такой стендап пришел, у меня сразу была такая мечта, чтобы я типа от нее не отказывался. И когда я сомневаюсь в чем-то, я такой, вот моя мечта была, когда я пришел. Я всегда хотел выступать с сольными концертами, ну, везде, чтобы на меня приходили только на меня смотреть, я рассказывал что-то, что я придумал. И, типа, если для этого надо сниматься где-то, я готов сниматься. Если надо куда-то ездить, я готов ездить. Вот такая была мечта, этим зарабатывать на жизнь, как Жванецкий. Он был за меня всегда примером, что вот это, я хочу быть как он. Ага. Чтобы мне было 90 лет, и я каждый год рассказываю, и люди такие, вот, это пиздец, сейчас послушайте. Поэтому я не хотел быть комиком, который
заикается, и сейчас посмотрим на комика, который заикается, ты как будто мелкая, хотел стать комиком, ну да, который пытается нормально разговаривать и типа что-то задвигать. Вот это моя мечта, может через лет 40 я к ней приду, наконец-то буду там кто-то приходить на мои выступления. Сейчас пока никто не ходит. Ну все впереди. Блин, ты так круто поскандалил, у нас прям онлайн подскочил у нас прям. Да я вообще сегодня, блядь, я готов вообще всегда, если вы не знали, я готов, мне терять нечего, у меня ничего нет. Я понял, надо нам, знаешь, всех, Вова, нам, знаешь, кто этого не заслуживает. А ты помнишь... Мне вообще похуй, у меня ничего нет, я ничего не потеряю. Ты Гордон на интервью не смотрел? Конечно, смотрел, я когда... вот это мне нравилось. Во-во-во, мне знаешь, что мне нравится, когда он такой... у меня тут список чиновников, попрошу вас охарактеризовать, да, их. Да, я сейчас так список комиков сделаю, попрошу вообще, вас, ну, смотри, охарактеризовать. Чиновники могут ему не дать их работать. А мне не дают и так работать, поэтому я готов, блядь, терять нечего, засрать всех. Я, блядь, нигде не снимаюсь, нигде там, блядь, не хожу, мне... Кровью и потом все заработано, подарков никаких не было. Я просто всегда говорю по фактам, мне нет смысла как-то хвалить Дыгаря, что он там в аутстаде там, потому что я могу по факту сказать, что про него ничего плохого сказать не могу, заебись вот так вот, я тут себя не хвалю. Я тут по фактам, если это так себе, то я скажу нет. Потому что у меня ничего нету, поэтому я такой, блядь, ну, по фактам, чтобы хотя бы я с настроением спать лег с хорошим, что я не кусок говна, который постарается под эту индустрию, блядь. Ты можешь, да, прям имена называть, я тебе буду говорить. Так, значит, Сергей Орлов. Переоцененный был всегда. Ты что, Сергей Орлов до Дениса Типина у меня появился, потому что... Я помню, когда он переехал и рассказывал в алибе бит свой, я такой, Серега, может там так покрутить, надо там рассказывать, как в гробу, что он работал в похоронном, он еще в клубе просто как все комики ходил. Потом он там, блядь, что-то в клубе уже там делает в Бризоле, потом он на ТНТ, блядь. Не, он же на ТНТ, его там педалили, не дали. Педалили ТНТ, да, а он там был Наруто Узумаки. А, потом да. Тарьяна, и он говорит, скажи ей, что меня тут нет. Она там его ищет. Я говорю, а что у вас с ней? Он говорит, я не хочу с ней общаться. И потом она в итоге, блядь, его менеджер, я такой, ебать. А он мне говорил, скажи, что я, блядь, не хочу с ней общаться. Я... Это все я помню, потому что я в ахуе. Я как, блядь, знаешь, сижу такой, как в фильме «Заводной апельсин». Вот с такими глазами. Меня, блядь, стоит это все видеть. Меня наебешь. Я это все видел еще, когда она приезжала в «Дорога, я перезвоню». Со столом людей, чтобы, ну, Серега выступает, они ржут. И она такая пишет мне, ты не знаешь, где Сергей сейчас будет выступать, на каком микрофоне? Я говорю, вот на этом, а потом мне говорит, тебе писал Адриан, я куда? Нахуй ты сказал, что я здесь. И я там, он, короче, не понимал, что она за человек. Ага, и а такой, она охотилась за комиками. Ну, или за ним конкретно, потому что как будто она не всем писала. И я такой, а потом мне было забавно, как они, блядь, уже спелись и все, заебись. И... Я только... Ну, сейчас у него... Он уже молодец, потому что он уже добился успеха, и теперь он успокоился. Я застал Сергея, которым ты разговариваешь, а он тебя не слушает, потому что он, блядь, весь ебать, какой у него успех. Ты в курсе, что он сейчас на Шри-Ланке, и Дарьяна тоже на Шри-Ланке? Да, конечно, я знаю. Ну, у него... Ну, он молодец. Но сейчас у него как будто... Он уже везде был, и он, типа, попустился. Насколько... А я его застал, когда он из Сергея, который только переехал... Теперь Сергей, у которого все заебись только сейчас, и он не слушает тебя, он у тебя что-то спрашивает, ты ему отвечаешь, а он ни хуя уже... не слушает, и говорит тебе опять что-то свое. И я такой ему сказал в клубе тогда, Сережа, блядь, ты у меня только что спросил, я тебе нахуй ответил, ты меня даже не услышал, и опять меня это спрашиваешь. А он, а, да, извини. Я такой, блядь, чувак просто, блядь, отлетел. Он там где-то там, и я ему прям ходил, стебал. Где-то год до пол его, что он зазвездился. И он тогда такой обижался на меня, что я типа... Но мне кажется, он не зазвездился. Он, нет, мне кажется, я всегда стебал... такой был. Я не, просто не, замечал. Я прямо ему стебал, что, типа, чтобы он немного опустился, потому что я вижу, какой он настоящий. Он просто гиперактивный же такой. Ну, ему это и такие гиперактивные, ему, и они... конечно, это все непросто. Но я его стебал, потому что только меня он и послушает, потому что я звезд неба не хватаю, и я говорю, как есть. И я там еще был, когда он только переехал. И поэтому он меня слушает, что я такой, блядь, не вижу в этом корыстных целей, что-то с него поиметь. И я его прям стебал, говорю, Сережа, надо ебать, мы в «Братьях Караваевых», ну пойдем, у тебя же бабки там, ну вот такое, типа, знаешь. И он такой, блядь, ты меня подъебываешь или что, я не пойму. Потому что я видел, кого там, ну прикинь, у него там вообще за год там происходит пиздец вообще. Урганты, хуй-хуй урганты. Поэтому... Но работоспособны, надо хорошее тебе сказать. Мне не нравится что?
что из-за того, что ему приходится выдавать продукт для аудитории, которая есть, так. Он его не успевает выдавать. Это халтура. Слишком подстраивается под запрос. Не слишком, а полностью. Потому что, блядь, что лучше, сосать хуи, есть говно или коммерция, где там все за. И ему приходится. И я разочаровываюсь как коллега. Ну, а если вот так на это посмотреть? Ну, я не знаю, как твое мнение просто интересно. Если бы я был в такой ситуации, может, вот, я вот, продался. Твое мнение интересно. Если мыслить с точки зрения успешности, коммерции, он такой, я стендап-комик, я даю зрителям, заливаю в интернет. Может быть, на первом видосе он тоже такой, блядь, сыровато, но давно ничего не загружал. Загружаешь, смотришь. Лучший, легенда, лайки, да, ты такой, да. А что я нахуй стараюсь тогда? Еще раз, и все, и ты подсел на эту иглу одобрения. Да, и это все. Если нет внутри ничего. Нету критика внутреннего? Нет, нету сотержня. Когда тебе лучше так, но у него тоже, смотря какая ситуация, может, у него там ребенок, жена, ипотека, и, возможно, ему приходится так делать. Ты же слышал его рассуждение. Он говорил, что у меня ощущение, что это в любой день может закончиться. То есть у него как будто синдром самозванца. Может, он из-за этого такой, пока считаю, получается, надо делать. Может, я не прав, но я считаю. Внутри должен быть стержень у человека искусство. В этот момент сделать выбор в пользу я так не делаю, потому что это не true. Потому что бабки брызги. Нет, потому что ты по итогу не будешь чапаряном. Если это ты... путь не чапаряна. А чапарян прав. Я вот хочу сказать всем, что он изначально выбрал такой путь, и по итогу это выигрышный путь, потому что ты еще и спишь спокойно. Я знаешь, что сейчас понял? А этот чувак спокойно не спит, он постоянно чешется. Это да. Вот это очень важно. Вот спать спокойно, это очень важно. Спустя 7 лет, понимаешь? Тот начал там 10 лет назад, и это значит 10 лет назад. Вот к чему оба пришли. Один надо еще Кей, а другой Джим Джеффрис. Но я вот еще Артура позову, я у него спрошу, спокойно ли он спит. Вдруг мы такие, вдруг у него свои тараканы. Ну, Артур, наверное, спит неспокойно не потому, что по совести комедии, а потому что просто... По другим делам каким-то. Подушка хуёвая, да. Или штаны купил узкие. А знаешь, о чем подумал? Не подумал, а я его часто понял. Ты в курсе, что на новой неделе у Чапаря на концерт выходит? Я вообще его жду уже года пол. Тебя не расстраивает, что ты одновременно с Артуром выходишь? А почему мне сказать? Я же все равно не претендую. Я думаю, что у меня... Аудитория будет... разная. Я думаю, у меня будет чуть-чуть просмотров, а у него лимонов 10. Но у него на закрытом канале, у него же за бабки. Все равно, он все равно крутой. У него будет просмотров дохуя, а я только учусь. Блин, а он интересно, как будто ему что-то надо сделать, или там в ЧБД прийти, или в Ургант не прийти. Не надо, он уже везде был, ему не надо ничего делать. Перед концертом уже, шумануть чуть-чуть. Он уже есть. Ну чуть-чуть, сейчас просто времена такие, что этих звезд столько стало, что нет, уже все смотри, равно его... Нет, смотри, тут же уже есть ниша. Не, я понимаю, что он большого масштаба. Когда выходит Чапарян, его репостнут даже те, кто его с ним не общается. Я бы на его месте в авторитет мысли пришел. Ну если только он придет, конечно, к нам. Ну, в смысле, идет до нас, блядь. Спустится. Да, спустится. Я думаю, у него будет все заебись. Не, скорее всего. Потому просто что это мета-комедия. Смотри, просто опять же, мы говорим про искусство, но давай смотреть правде в глаза. Он выпускает сольник на своем сайте за деньги. Да, да. То есть это деньги тоже. И я не говорю, что это плохо, это нормально. То есть, а если уж ты делаешь упор на деньги, то... Про как-то, как это называется, промоушен, сделай, промотируй, как это называется, продвигай свой концерт, промоут его концерт. Это... Сходи куда-то, дай немного шума, чтобы... Тема идет. Не, я понимаю, но ты же знаешь, что ты это у всех... Ты говоришь алгоритмами правильными, да. А он ниша. Но сейчас такое время, что можно управлять же этими алгоритмами, и он... Он это не делает, чтобы не размениваться, потому что у него колея, тру... Я вообще не удивлюсь, если на новой неделе во вторник выйдет Дудь с Чапаряном, а в четверг выйдет его концерт. Ты сейчас мыслишь опять, чтобы было хорошо, а ему нужно не ходить в Дудя, и он все равно добьется успеха. У него будет хорошо, но он же сейчас, он снял за 2,5 мульта, за 3 концерт, и он его продает за деньги. И по его рассуждениям видно, что ему важно, чтобы концерт продался. А если ему важно, я думаю, он будет предпринимать. Я думаю, если он не продастся, там будет дохуя просмотров. Смотров все равно. Это да. И все будут за. Короче, я думаю, что мы сейчас говорим о человеке искусства.
Ну, ты думаешь, он вообще никаких мыслей о том, как бы хайпануть немножко, ну, перед тем? Хайпануть слово плохое, но шумануть немного, думаю, перед тем, как его концерт выйдет. Я думаю, что если ему скажут так или так, он такой: я не буду шуметь. Чем мне это стоит? Вот это вот тогда нет. Если это зашкварная хуйня, я этого не делаю. Вот, ну вот, на новой неделе мы увидим. Мы на новой неделе увидим, как оно произойдет. Я, короче, ставлю на то, что он никуда не пойдет, останется нишей. А ты ставишь на то, что он пойдет куда-то, чтобы немного по... это... Слушай, я сейчас знаю, что понял, в твою пользу что говорит? Что он в сторис запостил, что у него на новой неделе концерт выйдет. Возможно, он такой: ну вот, пошумлю у себя в сторис. Вот, и это все равно, блядь, ну пиздец, ты переживаешь его сторис и там чья-то сторис. Это все равно, ну это пиздец как круто. Да, да. Это ниша уже. Я пойду в туалет. Да, хорошо, хорошо. А я могу пока донат зачитать. Давай, там, где вопросов нет, вот их позачитывай. Там есть один потрясающий донат. Так, так. А Лев не нужен? Так. Ход Д 100 рублей, не знаю, может, Лев уже где-то отвечал на этот вопрос, но я не натыкался. Лев, почему в книжном так клубе зачем так и не появилась твоя книга? Я из тех, кто до сих пор ждет. Всем хорошего стрима. Спасибо за донат. Ответ на этот вопрос уже был. В начале стрима. Да, просто не зовут. Краткий такой спойлер. Да, позовите Льва. В начале подкаста он говорил об этом. Да, где-то, ну, вы увидите, да. Угу. Там был такой вопросик. Фанат подкаста ТОП-2, 1000 рублей. У Давида на груди цифра 96, 9,6, полные противоположности. Так же, как и божественный АМ и посредственный Бухарок. Спасибо за ссылку. Это очень... Спасибо за донат. Уже не первый раз, да, донатит? Да. Это просто было смешно, я уже много раз. Ну смешно, но это кек, да. Очевидно же, что кек в шутке. Конечно. Да, спасибо за донат большой. Ну, божественный АМ — это не кек, это правда. Да, тут да, тут все по факту. Так, Борис СТ прислал. Да ладно, 3000 ну Борис, рублей. Не скажи, что он написал что-то. Нет, он ничего да, не написал. Да что ж ты делаешь, Борис. Спасибо за донат. Борис, видишь, это вот, пожалуйста, Blackmagic Atom Pro. Это пультик для переключения между камерами. О, короче, скоро, уже вот-вот, уже все почти готово. Чуть-чуть еще там камера, штативы, пару проводочков. И что будет у тебя? 3 ракурса добавлю, и все, и Бухарок будет уничтожен. Блин, ну ты соревнуешься. Да, не соревнуюсь, я просто здесь донат пришел такой. Одного чувака, у вас всего, блядь, 2 в России. Да, я не соревнуюсь, донат просто пришел, я к донату подвязал, там просто такой донат был. Все равно тебе, Давид, будешь впереди, потому что ты внимательно так к всему относишься и сделаешь стильно, стараешься, хотя ты там только-только начинаешь, и все это уже будет, ну, все хорошо. Блин, спасибо, Лев, это особенно приятно слышать, когда ты... Я не отправлю комплименты. А я о чем говорю, что это вдвойне приятно слышать, когда ты 10 минут назад разъебывал кого-то. 3 с лишним года. Ну, и ты уже, глянь, блядь, в Москве, ты же живешь прямо возле метро, в центре, блядь, у тебя девушка там уже в деле всего этого, куча этих... Я думал, ты скажешь красиво, ты говоришь в деле. Если скажу, что она красивая, это зашкварная хуйня. Да, реально нельзя. Я специально ее, ну, типа, пытаюсь... Ну ладно, да, красиво — это не лучший комплимент, так скажем. Это просто визуально. Это тебе больше... Интересное, ну, своеобразное. Это тебе больше комплимент, что ты, блядь, ну... Вы делаете... Вот, надо было так сказать. Девушка у тебя с хорошим вкусом, раз с тобой да, встречается. Да, контент, блядь, вообще. У тебя тоже всегда получается хороший вкус. Везде там двигаешь. Стендапи на ТНТ сдал тоже монолог. На ТНТ, блядь. Еще везде будет. А ты только 3,5 года выступаешь. Люди 10 лет говно едят. Блядь, все равно, блядь, нигде. Поэтому... Я же говорю, вдвойне приятно слышать, учитывая, что ты 10 минут назад разъебывал кого-то. Кого-то, понимаешь? Я ж не кого-то там, блядь, просто так разъебывал. Я прям помню, знаешь, момент, когда на основную попадал в стендапе на ТНТ, и заходит Егор Нагорный, как ураган такой заходит. Так, ну слушай, кому-то говорит, так, ну слушай, а мы все в одной комнате. Так, ну слушай, вот это хуета полная, это надо убирать, это передобивай, не работает. Так, ты, вот этот блок нахуй убирай. Ну что это такое? Соберитесь немного. Сидишь? Это ужасно. Да, и я сижу так, блин, сейчас на меня пизда. Делать. И он такой: Давид, ну все хорошо, братан, отлично, давай, идем дальше. И я такой, блядь, да. Не, я потом, конечно, я потом не обманывался, потому что я всегда учитывал, что я пришел туда с монологом почти готовым, который я все это время собирал, а там типы каждые 3 месяца новый монолог пишут. Конечно, до них доебаться легче. Но я думаю, что влияет то, что ты не стараешься никому понравиться. Такое есть. Ты чуть-чуть, вот это сильно помогает. Чуть-чуть быстрее, это называется прозрачность.
Это сильно честно помогает, когда ты такой, словами. нет, и когда это искренне, что ты такой, да нет. Ты можешь кому-то не нравиться, потому что ты быстрее получаешь то, чего они не могут получить. И не знаю, почему они этого не получают, они там недооценены. Но это все потому, что честно ты делаешь. И это, ну, это та цена. Я вот точно платишь. Кого-то не нравлюсь. Просто, я уверен, что кто-то... Ты просто ничего не теряешь, думаешь, ну я даже не испытал трудности, я просто честен. А просто у этих людей нет такой черты характера, как честность. Поэтому они не понимают, какого хуя. Они злятся еще. Я точно кому-то не нравлюсь. Хотя я почти... злись, а ты пошел, купил кроссовки и всему рад. А они такие, блядь... Какого хуя, блядь, у меня денег нет, а я это ходит все довольный. Просто честность называется. Я к чему говорю, я почти уверен, что я кому-то не нравлюсь. Я прямо уверен, что кто-то что-то пизданул в стендап. Если кому-то не нравится, ты вообще никому не нравишься. В смысле, почти уверен. Ты никому не нравишься, всем, вот все, кто... Своим довольным ебалом. Все, кто с тобой не выступает, в тех местах, где ты выступаешь, всем остальным вообще во всей России ты не нравишься. Потому что ты еще в медийном пространстве. Ты должен понимать, что регионы смотрят твои, типа, авторитет мыслей. Да. Ты им не нравишься. Ты знаешь? В комментах все хорошее пишут, лайки ставят, что-то. А это они тебя, это тебе подписывают те, кто, ну, кому ты нравишься, кто не претендует. Но ты должен понимать, что комикам ты точно не нравишься, потому что ты неудобный для них. Ты, блядь, в Москве снимаешь с топовыми комиками подкаст, ебать. Нахуй ты, бля, и еще ты вхож везде, ты у Киселя. Так а в чем проблема? Я вот только хотел сказать, что-то, какой-то злой язык пизданул что-то не то про меня, я у Киселя всегда прекрасно выступал, хуяк, перестал у Киселя выступать. Зовут раз в 100 лет. Ты это заметил, ты на биг стендапах, блядь, стоишь. На биг стендапах стою, ну я разъебываю, извини меня. Я прям помню. Да никого не волнует, смотри, я никогда не волновал, разъебываешь ты или нет. Они такие, а почему не я, у меня тоже материал есть. Я прям помню, когда меня ставили на биг, знаешь, как вот так, типа... Посмотреть. Да, и я прям помню, что я видел, как сбоку стоял, я не буду говорить, человек, который наблюдает. Это ТЛ и такой вот так стоял. Ну, не, это не ЛБ. Ну, там, они всем стендап-клубом собрались. Ну, я прям разъебывал, и у меня чаще всего прям разъеб получается. Я такой, ну, все, кто надо, увидели. Почему ты не допускаешь такую вероятность, что комики множатся, и ты что хочешь, будешь всю жизнь на одних и тех же платках выступать? Ну, типа, появляются другие комики, это же естественно, что... Нет, а я хотел сказать, что почему... Не, мне было удивительно, почему меня Киселю перестали звать. Что комики будут постоянно недовольны. И это тоже. Да на комиков похуй вообще. Вот именно, ты же выступаешь для людей. Я говорю, что мне просто удивительно. Я вот до сих пор, я одно время у Киселя по 3 раза в день выступал. Это не причина успеха, это все равно еще одно место. Я просто знаю, что проблемный слот у организаторов открывающий комик. Я открывал всегда, я на бигах постоянно первый. Меня зовут в регион и ставят первым. У меня, для меня это не проблема. И всегда все проходило хорошо у Киселя, потом хуяк, что-то ставили. Ну вот зовут раз в 100 лет, и то там у меня уже какой-то уже стоит в этот день, потому что меня чаще всего зовут день в день. Я такой, ну просто нет. Смотри, у него там индустрия такая. Проблема еще... белого человека. На одну из платок перестали звать. Нет, он, да-да-да, он такой, типа... Извините, комик. Ты же, вы должны знать, что в Москве еще такой момент есть. Типа, у этого все хорошо, давайте его не звать, у него и так все хорошо. А этого паренька... А есть такое? Да, стопудово. На бигах такое есть. Есть такое у Киселя, он такой, а это кто? А это оттуда. Ага, ну блин, ему надо помочь, а то он сейчас, блядь, соскочит и вообще, блядь, порежет себе вены. Ага. Давайте ему дадим разогревающий слот. Поэтому Леша Шамутило 18 раз в неделю выступает, да, в стендап-ин-партии. Да, потому что он недооценен, он чемпион открытого микрофона. Но Леша, справедливости ради, ебать какой талантливый, нет? Смешной, да, но, очень. Но он недооценен, никто, да, не знает, да. Мы должны все узнать. И поэтому он его ставит. Смысле, ну, стендап-ин-парт не то, не та площадка, где ты знаменитым становишься. У него гуманитарная помощь. Лев Йоменко или Овечкин. А эти комики недооценены. Они очень смешные, но нигде там, блядь, не снимались. Снимались, никто не смотрел, блядь. Это гуманитарная помощь. И тут он хочет нуждающимся, помочь. Нуждающимся, а не нуждающимся. Да, да, да. На бигах такая же хуйня и в сторе. Что типа комик... Да, в сторе уже кто только не выступает. Ты видел их афиши? Там просто, там уже смотри... комиков, которые там не выступают, нет, меньше, именно, чем... Нет, там такая еще тема. Этот переехал в Москву, у него все заебись, нахуй. А этот что, он пытается, давайте его позовем, поможем человеку. Ну ты говоришь прям про каких-то отдельных, вряд ли это общий тренд вот так мыслить. Не общий тренд, но это тоже есть. Ну у кого-то есть, у кого-то и есть. И я имею в виду, что ты, когда тебя не зовут, все такие, да блядь, Давид справится, он ебать, он, блядь. Ну на самом деле так и есть. Подкаст снимает 3 раза в неделю. Спасибо, везде мои выступает, золотые. Разъебно выступает, в
в свой в клубе, сейчас снимет сольник. Ой, там. Сейчас сниму вообще пиздец, улечу наверх. Выступал в стендапе на ТНТ и в комиках, и, блядь, а они нет. Я даже в женском взгляде успел сняться. Да, и культовой передачи. И разгонов сколько и было. И в разгонах было, и отснятые лежат, которые еще не вышли. Что происходит? Да, я же говорю, что... Предлагаю сделать... Тебя киселю не зовут. Да, вот. Но это же тоже такое. Да, на самом деле, реально, как сказал Лев, вообще спокойно и без киселя справляюсь. Ту-ту-ту. Так он поэтому думает, блин, ну тут есть ребята, кого-то вообще нигде, а ты тут везде. Первый мститель, 100 рублей. Предлагаю сделать совместный стрим с Бухарогом и жестко посраться, в скобках постановочно, и подогревать интерес к стримам. Может но, быть, если бы Вова в Коста-Рику не уезжал. Мы если начнем ты слышал, что Вова в Коста-Рику уезжает? Жить? Ну, как я понял. Или просто чуть-чуть. Ну, типа, надолго, я вот так слышу. Мне это было удивительно. Знаешь почему? Потому что я такой, ты ж комик Коста-Рика, ты на стендапе кресле. Слушай, ну я когда у него был на подкасте... Может, перерыв просто взять, отдохнуть эмоционально. Я у него когда был на подкасте год назад, когда он там... У нас там большой подкаст с ним, длинный. Мы очень длинный. Был ли с кем-то, по-моему, самый длинный у него? 4 часа там. Мы с ним... Потому что... Я ему потому говорю, что, во-первых, ты интересный человек. Это во-первых. Большое спасибо. Я ему говорил, Вова, почему ты не ходишь на говномайки? И не выступаешь в каждом подвале и не ешь говно. Он такой, я уже это перерос. Я такой, ебать, а я? Он говорит, а ты нет. Я такой, типа, я хожу на все микрофоны, буду ходить всю жизнь. На все микрофоны вообще. Чтобы не быть оторванным от реальности. Где меня никто не знает, тем я объективнее выступлю. И я прям поем говно, и это будет ценнее, чем я зашел на зал, где меня все хвалят. А я говорю, а ты почему не ходишь в Патрике? Он говорит, ну нахуй, у меня клуб через дорогу. Я живу. Я пошел в клуб, ну там же люди тебя любят, и поэтому они смеются. Сходи в Патрике через квартал, тебе там нахуй ты никому не нужен, и поешь говна там. Я помню, я смотрел. И вот поэтому подсказ шел 4 часа, потому что Вова, типа, не будет это делать. И поэтому сейчас уезжает в Коста-Рику, типа... Ну, может, у него не такая привязка к стендапу большая, я не знаю. Тогда ты сейчас говорил просто за комика, что он комик, типа, Вова Бухаров. Я говорю, ну, блядь, комик — это, конечно, чувак, который выступает везде и еще, блядь, думает, что не так с ним. Ну да. А комик, который одевает... И комик тоже? А? А он и комик тоже? Ну он комик, как будто, знаешь, организатор. Родители, типа. И он такой приходит к ним на задний двор и такой, а можно я тут в бассейне скупаюсь? Он такой, да, купайся. Вот так примерно это происходит. Но он говорит мне на полном серьезе, он живет через дорогу клуба, а нахуй ему идти в другие бары, блядь, не, это МСК, ну, да, когда да. У него свой, говорит, клуб. Я там сейчас, мне дадут, блядь, вне конкурса слот, это же понебратство, это же не по-настоящему добиться этого. Ну места. И это выступление в тепличных условиях. Да, и что там, блядь, за стендап? Донаты. Давай, что ты так, тебя извините, кстати, все, что я припил, ну, вина, и поэтому я, наверное... Я думаю, это только большой плюс. Да? У нас онлайн продолжает расти. Давид, если я что-то грублю, да вообще я просто, ну, пью, я не пью в основном, и поэтому я, ну, припил, и можно... Вообще все потрясающе. Я просто подумала, что у нас же долго идет стрим, и некоторые люди донатили час назад, и, возможно, они хотели... Ну, да, 50 минут назад. Я еще вижу, что кто-то в чат вопрос задает. Но да. Шанс, что мы прочитаем, будет больше, если вы через донат. Мы вообще готовы все донаты поддержать. Можем до утра сидеть. Так, неприкасаемые котятки, 100 рублей. Любовь, спасибо за донат. О, спасибо, котята. Бартик, 100 рублей. Лев, братишка, привет тебе из Ярославля. Давно не виделись, хоть ты к нам и не приезжал. Жаль, наш стендап, бар закрылся, а то давно не виделись, хоть ты и не приезжал. Надеюсь, скоро пересечемся. Костя К, спасибо. Да, я же выступал у вас 4 раза. И, к сожалению, бар закрылся, но стендап в Ярославле будет жить. Это который Луи Си Кей бар? Нет, Лаки бар. Ну, LCK бар. Ну, может быть, так, да. Ну, да, но да, это да. Типа Лаки бар. А он закрылся, да? Да, вот недавно. Но Роман Касьян и Игорь Житков, я думаю, сделают у вас в Ярославле стендап как надо, скоро приеду, я там был. Блин, много я вообще раз. Сейчас понял, ты как будто... Есть ли комик, который больше... Ты, по-моему, все Подмосковье бы выступал. И дальше даже. И дальше, да. Я вот только не был там. Всю центральную Россию ЕКБ, выступал. Челябинск. Да все, ну кто-то тут, кто-то тоже выступал. Ебать, где только не выступал. Но я просто туда ездил за дешево. И уже давно, там, с 2015-го.
То есть, и у меня когда первый эфир только вышел, я ехал туда за 5000 рублей в Воронеж, там куда-то еще, закрывал минут 40, все, что есть. За свой счет, за проезд, просто давайте мне 5000 рублей. Я был, блядь, очень много где, по-много раз. И в Ярославле я был раз 5. Меня там Роман Костянян только 2 раза привозил. А еще там у них при этом открылся бар, и я там был. И сейчас у них он закрылся, туда приеду все равно. Ярославль, Львовок, да, и Дрыбинск, топ. Поэтому, ну, это часть России. Бра, вот ты когда вот столько повыступал, это ж чаще всего не очень приятные места. Ну, может, и неплохие, но и не очень для стендапа. Ну, тут, короче... Если ты, короче, умный, ну, и стараешься делать что-то из, ну, под себя, ты и есть в шоу. Поэтому вот эти места, ты говоришь, там не очень приятные места. А, это просто обстановка. Ты должен их сделать. То есть люди из дома вышли, взяли 300 рублей, заплатили, у них, ну, они живут в регионе. У них Путин и, блядь, работа. И вот ты как раз-таки представитель искусства, которому 25 лет. И ты и делаешь это шоу. Тебе сколько лет? Сегодня. Мне сейчас уже не 25. Я просто говорю, что в целом это так. Ну, там мне было 26 лет, 27 лет. И да, я такой, вот эти люди пришли на то, что им дает страна. Представители искусства. В жанре комедии. Вот это он. Ему там 27 лет, он, блядь, старается. Изо всех сил. Они заплатили 300 рублей. В Ярославле. Все. Все прозрачно. И тут, короче, нет такого, что место хуевое. Тут вопрос, ты вообще что? Это стопудово. И вообще, я вообще вопрос на самом деле, знаешь, в чем? От чистого сердца стараюсь их рассмешить. Да, потому что да. В основном это какая-то, блядь, корыстная хуйня, и она, ну, дешевая. И такие, блядь, у него один эфир есть, но он кусок говна, когда выступает больше минут 7. Да. Я вообще это к чему спрашиваю, что после таких мест, когда ты приходишь и в каком-нибудь, я не знаю, на биге выступаешь, ты на биге часто выступаешь? Уже я перестал там выступать специально, потому что там комики есть, кто выступает только там, и они ждут, когда там откроется окно, потому что там много уже комиков, клуба, ага. И там платят такую сумму небольшую, что она как будто не стоит того, чтобы занимать их место, потому что я тогда могу попасть по знакомству. Из-за опыта, что я давно там уже уступал. И я такой, я им уступлю, чтобы они тоже попали в эту колею. Бигов. Нихуя ты Робин Гуд. Ну это не Робин Гуд, это я типа не потому, что я там, блядь, я же в эти дни тоже где-то выступаю. Ну, грубо говоря, сколько там будет? 5? Я в этот день выступаю это можно говорить? Где-то еще за 5. Может и больше. Ну, 6. Ну, мало ли. 6, может быть. Я в этот день выступаю где-то еще тоже за 5. Только там всем похуй на меня. Я там объективно, никому неизвестный, рассказываю свои 20 минут из нового сольника, которые только я знаю, что это из сольника. Они такие, мы тебя не знаем, чувак, смеши нас. Это ценель мер для артиста, чтобы, ну, почувствовать, что я стою в очередной день. Чем на биге, где там тоже на меня всем похую. Слушай, а сколько ты будешь вот это щупать? Вот сколько ты будешь... Ты уже сколько лет выступаешь перед 7. Аудиторией, которая тебя не знает? 7 лет. 7 лет. Ну, в идеале. Вот у тебя выходит сольник на аутсайде, и вот он всем так нравится, что ты выстреливаешь, у тебя начинает набираться аудитория, у тебя появляется своя аудитория, которая к тебе лояльна. Ну, да, ты же не откажешься от нее. Ты же не будешь от нее отказываться. Нет, не буду. А у меня нет выбора. Я пришел выступать, они пришли. Ну, я к тому, что все равно выступление на свою аудиторию. Я вот недавно был в первых числах января, Санек Долгополов решил по open mic'ам пройтись. Да. Я заметил... Где не знаешь, что он выступает? Да, да, на Поморовских, где-то в Капоне он пришел, еще где куда-то. Все объективно. Да, он смешно было, там Капоне же Нино сейчас называется. Да. И он приходит такой, блин, я думал, о, Нино, новое место, я там еще не был, я прихожу, а это Капоне. Старая добрая Капоне. Я к чему это говорю, я послушал его материал, и у него я заметил перекос, ну, может, совпало, это тоже такое наблюдение очень маленькое, пара микрофонов, но у него в материале... Ну, очень много шуток появилось про него самого. То есть... Что раньше не было. Сам на себя отсылается, да. Потому что, понятное дело, у него уже какой-то бэкграунд появляется, еще что-то. Но просто в Капоне это люди сидят, которые знать не знают, кто это. Похуй. Да, и он какие-то такие отсылочки делает, люди такие... Так и вопрос у тебя в чем? Ты говоришь, сколько еще выступать? Ну, типа...
когда появится своя большая лояльная аудитория. Велик соблазн же, типа, подумать, да что мне еще ходить по этим пабам, барам? Я могу вот выйти и собрать 500 человек на меня придет, я буду на них выступать, и все будет у меня потрясающе. Ну, так я сторонник, не ведись на эту хуйню. Ну, ты типа и там просто будешь продолжать. И нет, на свою не и там, и там. Я объявляю концерт, ты пришел, ты мой там поклонник, поздравляю тебя. Но я топлю за... Я не думаю о том, что ты мой поклонник. Это не true. Это типа я не рассчитывал, что придешь. То есть я... Я просто делаю то, что я делаю. Да, да, да. И тут ты типа ценишь или нет? Потому что если я начну на них вестись, это вообще, блядь, может тебя выбить из колеи на пару лет. Когда ты стал вестись на теплоту своей аудитории. Когда они тебе рады, даже когда ты не заходишь. Для артиста, мне кажется, надо всю свою жизнь делать то, что ты хочешь, и удача, если ты, блядь, не успешный, потому что ты можешь развиваться постепенно. А мне... когда у тебя успех приходит сразу же, ты можешь это соблазниться. А ты будешь... У меня, знаешь, какой вопрос такой? Мне повезло, что я никому нахуй не нужен, и я с годами формируюсь как личность. И к 40, там, к 50 годам... Ты уже сбитый будешь. Я такой, там, да? Сниму концертов 10, блядь. Которые прям, знаешь, такие не коммерческие, а прям то, что мне нравится. И там, блядь, кто-то в меня поверил и снял это за свой счет, блядь. Потому что я такой, типа, блядь, стараюсь. И вот тогда это удача вообще большая, что я по такому пути пошел, никому неизвестному. Отказался от ТНТ, там, блядь, начал от коммерции этой всей, начал делать то, что мне нравится. Если лет через 15 люди будут какие-то ходить случайно, покупав билеты, потому что они там, блядь, за мной смотрят, наблюдают. Но я же продолжаю делать вот по этой схеме. А ты бы ты будешь... Схема меня похуй. И тогда это будет, ну, единица репертуара стилизованного. Ты пробовал прикинуть так, что ты Я, короче, отказываюсь от этих всех коммерческих хуйни, потому что они тебе развращают. Будешь ли ты доволен в 60 лет, если ты всю дорогу будешь комиком с небольшой медийностью, да, но да, при этом ты себе не изменял? Ты зарабатывал да, да. нормально. Да, да, да. Ну, то есть смотри, не миллионы, но нормально. Я делаю еще не для результата. Во, мне интересно просто. Я это делаю тебя для... Тебя такая дорога устроит в целом тоже. Для процесса. Я хожу на рыбалку не чтобы поймать рыбу огромную, а чтобы ловить рыбу. Во, я понял, да. Я такой, блядь, это какая жизнь, где я действительно недооценен. По такой логике у тебя уже сейчас все идеально. Охуенно, да. Всё, и вообще разъёб, все разъёб. Комики настоящие, кто давно выступает. Разъёб. Они вот я так же ощущаю, на самом деле. Вот что говорят. Чувак, а нахуй мне стадион, когда мне 60 человек в любом баре уже заебись. Наслаждение. И я причем не должен там, блядь, плясать с бубном. Да. Я такой, какой есть. Это и есть, ну, твое, это джаз. Да. Ты же когда в джазе, ты же не надо там, блядь, стадион собирать. Ты собрал свой зал любителей этого джаза. Это очень здравая хуйня. И вот это как будто классно, если к тебе пришло, когда тебе еще нет 50 лет. Потому что ты можешь 50 годам посидеть нахуй, если это не пришло. Да. И ты, блядь, ртом жопой хватаешь, да. Из региона переехал, злись на всех. И, блядь, ходишь, злись, и у тебя в итоге, в целом, жизнь протекает от майка к майку. Ты как там, этот ослик с морковкой, которую ты никогда не догонишь, да, эти, да? Блядь, ты за ней все гонишься, эфиры, гонишься. Да, этот клуб, этот Калантариан, и ты такой, блядь, бесишься. И в целом твоя жизнь, тебе 28 лет, а ты злись, что твоих друзей снимают, а тебя нет. И ты такой, вот смотри, есть аутсайд. ТНТ и клуб. И ты такой, блядь, аутсайд, клуб, стендап на ТНТ, все не так. И такой, я буду, блядь, ходить на майки. Это весьма авторитетная мысль сейчас была, переслушайте ее, если что, вдруг... Потому что у нас всего-то чуть-чуть есть. Это причем такие же чуваки делают. Реально, прикинь, жить в парадигме того, что надеюсь, что в 50 лет у меня все станет хорошо, и я стану счастлив, ты точно в итоге и до 50 будешь страдать, ну, да. И в 50 ёбнешь себе. С такой же жизнью в 50 лет будут старше, это еще не все доходят. Все-таки я хочу сейчас. Да. Поэтому
Смешно смотреть. Ну смотри, я резко превратился в молодого комика. Конечно, Лев, легко тебе, блядь, получать удовольствие от жизни. У тебя какие-то нет-нет, платки есть. Да, ты жалуешься, что мало, но нет-нет, ты куда-то из-за... Ты и в стендапе на ТНТ был, и в книжном клубе был. Конечно, это, ты получаешь удовольствие. Комики, которые... А мне вот, блядь, смотри, я в общаге нахуй живу, мне есть нечего. Да, как мне, блядь, получать? Еще работать надо. Я, блядь, на работе ебашу, а потом потный бегу с работы на микрофон, на который мне двух зрителей сказали привести. Эти два зрителя — это весь зал, который нахуй там сидит. Как мне получать удовольствие от такой жизни? Да, ну тогда у меня всегда фундаментальный вопрос такой, знаешь, типа, ты пришел в стендап, ты должен этим интересоваться полностью, а не просто чуть-чуть. И ты должен понимать, через что я, ну, прошел. Вот-вот-вот. Сколько я лет уже выступаю. Полностью согласен. И что ты не сразу тут оказался, там, где ты находишься. Не то, что даже не сразу. Как ты горел этим, смотрел это все и думал. И ты такой, когда в Москве там или где-то там, ты все равно настолько погружен в эту индустрию, что ты такой пытаешься все это как-то обустроить себя. Поэтому комики, которые там год выступают в регионе у себя, и такие, этому пидору дается все легко. Откроешь ненадолго окошко, извини. Это не все легко, ты должен изучить биографию каждого, вот твою, его, Дениса Антипина, Орлова. Это ебать, чуваки похавали говно. Денис Антипин, он похавал говна столько, сколько никто не ел говна. Он рассказывал мне, когда он переехал, он же жил за границей, у него был кризис, да. У него же был канал. Он вообще, Денис Антипин, играл в КВН в команде... Бля, я не помню, как она называлась. Да, очень крутая команда, они были в телеке. Он там был на... Ну, он писал это все, но он был на... И его никто не знал под комиковенчиков. Потом у него был канал с большим количеством просмотров. Да-да-да, он вайны какие-то там. Да, у него было дохуя просмотров у канала подписчиков. Он закрыл канал, уехал жить за границу на полгода. А он хорошо зарабатывал. Да. У него есть, даже Вайнстимати был. И когда ему стало лет 28, у него был кризис вот этой личности. Да. Он приехал в Москву выступать, набил себе кучу татух. Все сначала купил начал. Купил часы Casio, ходил на майки. Говномайки, как и все ходили, выступал. И потом внезапно он там начал охуенно разогревать, быть очень честным чуваком. И он стал выступать и попал в клуб, там, попал на разгоны, там его кто-то заценил, он был там в Перископе. И то, что сейчас он получил, это все равно вы не знаете его биографию. Да, это не было то такого, что он шел по улице переехал, и Эл в окно смотрел, да, в этот, да, момент такой, вот это он. Я так говорю, потому что я так себе. Но в целом, если объективно говорить, это чувак, и то же самое Орлов, это, блядь, чувак... 5 лет там в Иркутске ебашил на всяких хупами каких-то микрофонах. Переехал с женой, снимали квартиру с ребенком уже у нее. И он ходил на микрофоны минут там 15 лучших. У него больше материала, он его выложил на Ютубе, на канале своем тогда. Помнишь, у него был сольник? Да-да-да. Который он вот такой слил просто. И он такой, блядь, может быть ТНТ. Ходил, но ему ТНТ не нравилось. И он такой, вроде клуб ко мне расположен, но ТНТ мне не нравится, и он там от них отказался, когда они его взяли. Потом он ходил на рубрику, и там, блядь, с ним конфликт какой-то был. И он такой, пиздец. Потом это появилось с Дарьяна, он такой, Ургант. Пошел в Ургант, может повезет. Он ходил, злился, то есть у него там ничего не было. И да, удача, там нервных клеток так очень много сожжено. Он был такой, он есть, и удача, что так вышло. И мы должны радоваться, что это наши представители. То есть надо, блядь, за них злиться, если кто-то там против них, что эти чуваки там, блядь, переоценены. Это я так говорю, потому что я смотрю на это в большом таком, типа, блядь, вот это ебать, он быстро скаканул. Но в целом это наши представители. И мы должны, как тусовка или там комьюнити, их поддерживать и не быть ни против Долгополова, ни против Малого, ни против Идрака, ни против Агукова. Это... То, что у нас есть, это причем все чуваки true. Они не размениваются на дешевые шутки. Ну, не считая только Светлого. Светлого — это пиздец. Чтобы снимали. Бля, ну, ладно. Ну, Светлого все равно не разменится, он ушел. В смысле, я имею хотел чуваки... как кек вкинуть, но... Да, да, я понял. Чуваки, которые не размениваются на это все равно, блядь, плюсик, чем чуваки, которые размениваются на коммерцию. Блин, и надо. Идут в Нарутуб.
Светловым надо будет, кстати, тоже поболтать. А ты себе подлей вино, у тебя там еще. Да. Да, на самом деле, да, 100%. Меня больше всего именно удивляет, что ладно, зрители об этом не думают, но когда вот эти молодые комики думают, вот эти вот, а вот вы уже, так, блядь, человек прошел через... Не, ну а как они еще иначе? У них что? Они смотрят, видят это так. Я всегда за молодых, типа, ты сейчас просто постоянно говоришь, молодые комики слишком выебываются. Ну, блядь, а как? Ну, не, они не слишком, я тоже, это звучит так, как будто я выебываюсь на всех молодых комиков. Я про тех, которые... зачем-то пытаются, ну вот ходит как собачка озлобленная на гражд... ну, блин, а вот это, вот это, а вот это, бро, я таким же был, и я имею в виду, они все-то такие. Я пришел когда стендап, я прям ругался с организаторами. Просто столько уже в интернете сказано, что ебаная, тебе, которая... ты когда новичок, тебе вообще ничего анализировать надо. Все, что тебе надо, это научись просто на сцене стоять. Потом рассуждай, кто, что, куда, когда. Ты, блядь, на сцене стоишь, у тебя рука трясется, ты, блядь, шутку нормально сдать не можешь. Ну, а рассуждаешь, рука... почему у этого комика то, но у это этого все. Защита. Он, у него рука трясется. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что пройди через это, проработай. Я сам такой был. Ты бы видел мое выступление, где я вот так стою в пол, смотрю, не двигаюсь, у меня вот так рука дрожит. Ты это все еще проходишь. Я прохожу, да. Ты просто тусуешься с такими, кто там лет 10 выступает. Плюс я еще талантливый. Но я имею в виду, что ты так же это проходишь, конечно, они будут так вести себя. Я думаю, по-другому нельзя. Я когда был вот такой трясущийся новичок, я ни на кого не пердел, не грызся. Я сижу спустя там лет 5, и так же, блядь, себя веду как молодой. Я все еще молодой комик, который выебывается. Ну, тебе органично, потому что у тебя есть какие-то заслуги, тебе можно выебываться. Потому что 5 лет. Выебываться можно только... И ты так же выебываешься, потому что прошло уже 3 года. Выебываться можно только тем, кто что-то сделал. Вот так. Ну, блядь, ты все равно через год что-то сделал. У тебя странная логика. Ну, бля, я в полукекию вкидываю, алло. Не, вообще, это Давида вы должны хвалить и ценить, потому что вы не понимаете, насколько он важен. И вы все не подъебываете его. Если вы считаете, что Давид Локимен, вы должны ценить. Это просто чувак. Бля, почему термин странный? Лакимен — это везунчик, которому типа лаки — это как будто удача, когда ты ничего не делал. Да, да. Но я... Нет, я это и пытаюсь сказать, что вы думаете, что Давид Локимен. А я говорю, нам его послала индустрия. И это удача, что есть чувак, вы просто задумайтесь, он снимал седан, когда он, блядь, изо всех сил нахуй горел этим. Да. И это удача, что есть кто-то, кто вообще, мне не нравится твой вообще подкаст, что ты делаешь со стороны, типа, идеального, что, типа, Давид выступает года три, да. Он это видит все через призму года три, да, там да. Общается с Дженкио, он же еще в соседи. Но это, я сейчас говорю грубо, ну, в смысле, потому что я в идеале говорю, что у тебя вопросы, как писать шутки, вот это все. Да. У комиков ты спрашиваешь, но в целом ты ебать какую делаешь работу, которую никто не сделает, и я думаю, лет через 5 никто не появится. Это нам его послала индустрия. Чувака, который делает подкаст про стендап. Это Илья, это Илюха Якимсев. Чуть-чуть не доработал, и я продолжил то, что начал. Да не, мне это вообще... Я имею в виду, вообще восприимчив абсолютно. С одной стороны, это, конечно, вот так. Ну, блядь, это должны ценить все. Это пиздец. Ты как ты заморачиваешься, ты этим горишь и горел. Ну, мне нравится еще общаться с интересными людьми. Ли, еще такими, в седауне, когда седаун распался, ты продолжил гореть, и еще даже, блядь, добился боя. Ты типа как будто там учился. Хотя для людей это было ебать, он, блядь, не снимает в Москве шоу с комиками, интервьюшные, блядь, с топовыми комиками. Со стороны это, может, тебе казалось, блядь, я стараюсь, а для регионов это было ебать. И до сих пор это авторитет мысли. Все, кто бесится, что ты его снимаешь каждые там 2 дня с топовыми комиками, это успех. В смысле, что ты понимаешь, что никто такого не делает. Ну ладно, ты тоже так говоришь, как будто все злятся. Есть люди, которые такие, респект, красава. Ему либо похуй, либо... Не, это да. Про комиков. Илья Якимсев пишет, напились, ругаются. Вообще не ругаемся, комплименты друг другу отсыпаем. Да, да. И тебе, Илюха, тоже. Я же рассказывал, что я седан начал снимать, потому что я посмотрел все, что было у Ильи, и такой, надо мне еще вопросы есть. Вот, видишь, круто, что ты такой, а кто такой я? А ты такой, наоборот, я, блядь, могу запомнить пространство, которое не задействовано. Да, да, да. Есть там Бухарок, есть Илья, а я еще буду еще. Это вообще респект тебе, ну,
тебе. Я имею в виду, я придираюсь к каким-то моментам. Нет, понятно, тут вообще не все идеально. Но в целом, блядь, пиздец, как круто, что ты уже это сейчас делаешь. И это через... только начало, Лев. Да, лет через 7 ты будешь просто... Вы будете, блядь, к нему пытаться попасть, потому что он уже всех отснял, и будет по второму разу, ты будешь как Джо Роган, который к нему будет каждый год ходить. Мне уже неудобно. Я сейчас по фактам говорю, мне нет смысла тебя хвалить. Спасибо, Лев. Мы с тобой в смысле нигде не задействованы, там, чтобы ты там, блядь... Никак друг от друга не зависим. Да, я тебя похвалил, и ты мне куда-то потянул. Нет, Давид, блядь, выступает везде, блядь, за любую сумму. В смысле, в хорошем смысле, да, что да, ты да. не такой, ебать, у меня все заебись. В разных, в большом количестве жоп мы с тобой пересекались. Ты же когда переехал в Москву, никто же тебе не говорил, Давид, хочешь на Бикснабе выступить? Нет. Ты был как все, блядь, в полном объективном ситуации. Ты все равно, ну, выступал, такой, биг стендап, все эфиры, ты везде был. И ты не везде, ни к ней, ни, блядь, не дружил. Он не ходит на тусовки, не пьет там пиво со всеми. Ну, на панчлайне он не ходит после, блядь, панчлайна, ни с кем там не остается до утра. Он не подхалим, в смысле, вот, как Денис Никитин. Поэтому я имею в виду, что... Я сейчас по фактам говорю, что... Ладно, ну, мне уже просто неудобно. Давай донаты позачитаем немного, если ты не против. Это мы допились уже такие, да? Лев, ну все, блядь, ну перестань, Лев. Там вроде один еще остался. А, да? А, все, все. Ты же говорила, час назад какой-то был донат. Нам надо Давид опять начать ругаться. Нет, я сказала, что надо их вовремя зачитывать, но все, при этом после этого не зачитала. Все, я понял. Ход Д, 100 рублей, ясно, первые полчаса пропустил. Пиздец, Алекс Лесли был в книжном клубе, а книга своего коллеги им неинтересна. Квашонкин, ты чё, блед? Это потому, что Лев Румын, расист? Нет, спасибо за донат. Квашонкин успешный. И он, блядь, не помнит нихуя, блядь, потому что столько выступлений, и он еще из клуба, блядь, и тут как будто вот эти вот, то, чем он занимается, как будто можно на второй план оставить. И я пишу Лене, она тоже там, блядь, забывает нахуй все, и пиздец. В итоге, чуваки, я не знаю, мне просто постоянно в разных городах даже кто-то говорит, а вот вы же в книжном клубе один раз, я там был, говорили про эту книгу, она будет... Я такой, блядь, чуваки, ну я, знаешь, себя чувствую неудобно, как будто я должен напоминать, а я уже два раза говорил, и всем похуй. Я такой, чуваки, ну если честно, в клубе как будто не так, как вам кажется, все прозрачно. Ну, в смысле, там все такие, блядь, вовремя приходят. Там как будто распиздяйство, и ты даже пишешь Квашонкину, он нихуя не отвечает, но у него книжный клуб идет, и просмотров, и он там много кого снимает по 100 раз, а кого-то вообще нихуя не снимает. И поэтому я не знаю... Будет ли вообще там что-то? Это как будто был пиздеж. И также и разгон. Поэтому там, я предлагаю спамить под каждым выпуском и в директ Лёхе. Ну нет, возможно, нам это и не надо. Чуваки, иди там, ну, в этот книжный клуб, там поговорить хуй с ним уже. Так, ладно, а смотрите, раз уж я один раз сказал про колокольчики, давайте так, давайте этот выпуск, я обычно не делаю вот этого, типа, поставьте лайк, все дела, но давайте вот в этом выпуске сделаем это, поправим статистику, вот сейчас 77 лайков, вы сейчас все прожмете лайк, колокольчик, все дела, и те, кто в записи смотрят, тоже, что вам, блядь, сложно, прожмите, пусть видос чуть-чуть взбодрится, мне интересно просто. Хороший подкаст, было бы прикольно, чтобы YouTube его тоже в какой-то момент вытолкнул. Они, кстати, сразу, они сначала медленно набирают, проходит дней 5, и потом YouTube его начинает толкать в рекомендованные. Не, ну мы же всем расскажем сейчас, что мы ругались, что типа, я вообще, ребята, если что, выпуске. Могу каждый год приходить к Давиду и говорить, как есть, потому что у меня нихуя нет, и я могу, блядь, говорить про всех внутри тусовки искренне, там, про Руслана Белого, про Идрака, там, блядь, про Егора, про Платицына, про всех, блядь, как оно есть. Потому что... О, мы, кстати, знаешь, что не обсуждали? Ну вот как сейчас? Я хотел обсудить Славу Комиссаренко. Так. Сначала как комика. Угу. А потом думаешь, как ты вот что-нибудь про него плохое скажешь, и так выпиздили он. Ну как выпиздили? Ну, короче, про Славу тяжело говорить, потому что... Даже в его выступлениях прослеживается, что он старается как лучше. И тут, короче, даже... Сильно хочет понравиться? Ну, он даже не хочет понравиться, он все равно это сделает через призму, как он есть. И как будто он всегда, еще когда на ТНТ снимался в баре, до еще ДК этого, как будто он всегда был какой есть. Даже плюс там, блядь, то, что его постоянно снимают, что хвалят... Все равно он... В смысле, он на сцене такой, как он в жизни? Да, то есть я даже вот когда... Я его, ты с ним много общался? Он не общается ни с кем.
Ну он вот уже. С комиками не разговаривать. И даже когда там, типа, он куда-то едет в города выступать, они его разогревают. А блин, а Дудя посмотришь, он как будто только с комиками общается, с молодым и КБшными. Ну, там говорит. А я сейчас говорю тебе просто, что я знаю, что типа. Да. Вот у него, допустим, кремерка, он выступает в городе, у него в ВДК, полный зал, все распродано, и пришли комики его разогревать. Они стоят под дверями, чтобы с ним поговорить. Выходит менеджер, говорит, Слава сейчас не хочет с вами общаться, уходите нахуй отсюда. Вы разогреваете и уебываете. И... Ну и он уже так лет 7 в ТНТ, типа, выступает, все, все его знают. Не, ну он с ТНТ ушел, ты же в курсе. Ну да, понятно, но я имею в виду, что он уже последние 7 лет все его знают через ТНТ, правильно? Мы это да, это факт, да, его знают, да, его через, знают через ТНТ, он уже давно там, блядь, у него эфиров куча, и поэтому, но в целом он выступает, когда он какой есть пытается быть. Это сейчас стороны, мы со Славой на самом деле раза два общались. Да, то есть ты не совсем, может он и не такой в жизни. Нет, я не к тому говорю, я говорю, что он ни с кем не разговаривает. Ага. Он, в смысле, ты к нему не подойдешь, он уходит, он выступил, уходит. Ты там можешь быть в кругу, блядь, посвященных. Человек 5. Ага. Белорус, например, ты. Ты с ним можешь общаться. Ну, надо у белорусов спросить. Ну, а как они про него? Он же, не них, все с ними общаются. Он же у них локальный батя, наверное. Ну, да, да, он не все с ними общается, поэтому... Не все, да? Нет. Там есть лучше белорусы, есть хуже белорусы. Допустим, смотри, вот есть Егор Сверский, он молодец. Да, все правильно делает. Молодой, красивый, и монтирует его подкаст. А есть, например... Заяц Максим. Макс Заяц. Да. Он тоже, ну, молодец. У Дудя был там на фоне, стоял. Да. Ну, есть Шумилов, грубо говоря. Он там в последних рядах. Самый не молодец. Да, или Заудский Паша. Ага. Он точно... О, Паши не было вообще там. Паша настолько хорошо выступает сам, что ему не приходится задумываться, блядь, о разгревах. Ты понимаешь, это сейчас камень в огороды остальных минских этих. Да, конечно, я понимаю, но точно, это как раз таки априори вот эта вот экзистенция всей этой ситуации, что Паша Заудский настолько популярно хорошо выступает, что ему не приходится, в смысле, ему не надо, блядь, пытаться разогревать и сделать минский стендап, он его, он может забрать зал себе и без них, ага. Чего они не могут сделать без Комиссаренко. Поэтому тут, ну тут такое, блядь, у нас с собой философское мнение. Я вспомнил картинку. Наверное, меня сейчас заговнит и Слава, и все, блядь. И пацаны. Но, блядь, к сожалению, я и так... Я знаешь, какую картинку вспомнил, где голый Жириновский на матрасе, его молодые мальчики несут. Да, я, короче, думаю, что, блядь, если Слава, я поконфликтую, меня все равно никто не будет звать, как и не зовет. Блин, вот мне кажется, после этого подкаста хуй ты выступишь в стори на стендап Минске. Я не, я, да, я как раз таки, блядь, к сожалению, не выступлю там. И вообще в стори. Я в стори выступаю, знаешь где? Называется проект «Чужие шпаргалки». А, Сиэтлов делает. Это единственный проект, где я там выступаю. Сколько я там, блядь, не писал, ни Каргинову, ни Белому, блядь, ни в ТНТ снимался, хуй я там выступаю. И вот я имею в виду, мне лучше не выступать в стори, но сказать вот это. За... А ты подписан на стор? Нет, просто... нет. Я подписан, и вот в последние полгода там, ну, реально уже, ну, каких-то, ну, и там все комики в стори выступают. Но это вопрос к Кубу Белого, и Каргинова, и Ахмедова. То есть я больше имею в виду, что я лучше не буду выступать в стори никогда, и, блядь, меня не будут никуда звать, ни в клуб там, ни в аутсайд. Ага. Но я все равно буду придерживаться ситуации, что есть Слава Комиссаренко, есть белорусские комики, он их... Там они его разогревают, он их там, блядь, вставляет везде. И у нас же разговор, ну, шел сейчас про то, что как ты относишься к Славе. Извини, да? Этот Андрей Шумилов пишет, как вернуть деньги назад. А, ну вот, вот это, блядь, и весь вот это вот. Я, блядь, прыгаю так... с обрыва. Не надеюсь, что там стоит батут. Я разобьюсь. А вы, блядь... Вернуть деньги назад, не засевая Славу, блядь. Не, он 3 скобки поставил. Стор, блядь. Давайте, удачи вам. Увидимся через 10 лет. Когда Давид будет снимать. Андрей. Я, кстати, блядь, через Давида добьюсь больше. В авторитете мысли Лев Резидент. Да, чем, блядь, вы там, разогревая, блядь, с Егором Светским, блядь, всем подряд. Не, Андрей, ты там, мы обозначили, что ты этот, почти что независимый. Ты в конце, нет, этого, Андрей, списка. На самом деле, ему респект.
Это он отдельная смешной личность. Он, во-первых. Он не относится к белорусам, которые там, блядь, со Славой паровозом везде выступают. Не Приходько, не Завудский. За Завудского вообще готов, блядь, порвать у любого. Ну, за его личность. В общем, ага. Я его давно уже знаю и, блядь... Мощный тип, да? Нет, круто, что так. Я прям рад, что он как раз-таки не испытывает нужды выступать на разогревах белорусского стендапа и собирает сам свой зал. Ага. И он больше помогает белорусам, как белорус, чем пользуется успехом кого-то, чтобы разогреть и там, блядь. Ну, у меня вот это, конечно, меня просто, я недавно видел, это уже на шутку похоже, значит, стендап Минск, стендап Владивосток, uh-huh. стендап это Питер, это все стор, да. Стендап Юг, это вот, да, по-моему, завтра юбилей будет, да, как мне Патрики сказали, что на стендап Юг меня поставят, и там в итоге одни и те же лица. Немножечко посниматься. Да, там же зовут, чтобы билеты продали. Да. Я на самом деле в стори выступал одно время. Каргин делал ночные проверки, очень кайфовые. Но это проверка, там то есть ничего не платят, но все равно выступать просто в кайф. Это был проект такой. Да. Тиму Каргинов плюс несколько комиков. Это было 22 комика, там прожектор, все. Да. Всю камеру. Атмосфера кайфовая. Сейчас что-то Тимур, видимо, в стендапе паузу какую-то взял и проверки не делал. Да, когда Тимур берет паузу, сразу в стори стиль попадает. Это ж он же музыку эту. Но делает он стилевый пиздец. Эй, он вот это все, это от него. Как только он пришел. Стиль был 22 комика, прожектор, музыка, все такие ебать. Да, я один раз выступал. Он, блядь, делал паузу, все нахуй, блядь, там просто колхозня, блядь. Свет, блядь, таймер, хуй по микто, все, блядь, по ступенькам этим ходят, все, блядь. Пустили мышей в огород, блядь. Начинается. Ждем Тимура обратно. Ждем. Богдана. Богдана, это вот человечек, который мне татушку набил. Ага. Спасибо большое за донат, Богдана. Лев, а ты в каком районе в Ростове жил? Такой донат. Я жил сперва в городе, ну, в поселке Александровка, это под мостом, где Саяновский мост, это тоже Ростов, но это типа окраина, называется Александровка. Александровка. Да, я жил в Нижней Александровке, это где это частные дома, у всех... Огороды, там выращивали огурцы, помидоры и продавали их на рынке. Кайфовый город Ростов? Конечно. Ну, Ростов вообще прям, ну, мне повезло, что я там родился, потому что это город со своим каким-то стилем, именем, там прям бандиты, ну, много живет кавказцев, ага. Русских там процентов 30. Как в Москве прям? Да, там именно греки, сейчас уже дагестанцев много, армяне. И ну прикольно, это же еще и, корейцы. По сути, теплый город. Ну да, там относительно. Юг. Ну, там теплее, чем везде да. становится. И мне повезло пожить там среди разных народов, с деньгами там у всех ИП, у всех там родители, тем, когда там чиновники, хорошо там все зарабатывают, у всех самое важное в Ростове купить тачку в кредит даже, а по какую-то получше. Uh-huh. Это такой город. То есть, если в Москве там все на метро и на такси, каршеринг, то там все стараются выебнуться тачкой и колориты. Ты не можешь кого-то подрезать, если ты русский, например, и выйти и что-то ругаться, тебе могут застрелить, и у всех травмат может быть в бардачке, и это делает это весь этот город таким на яйцах, то есть ты, короче, такой, типа... Тестостероновый такой. Да, то есть там как будто все выходцы оттуда, с разных индустрий, они все равно прошли такую, знаешь, школу жизни, там корейцы, есть индустрия, ну, в смысле, диаспора корейцев, дагестанцев, и они с ними уживаются, армяне, там полгорода. Там была у нас игра в баскетбол, армяне против русских, когда мне было лет там 12 в школе. У нас были армяне против русских играть в баскетбол. В смысле, если армяне выиграют, все армяне топят. Если русские, но выигрывали армяне. А это как были афроамериканцы,
А, армяне, вот такая, там у них красивые, хорошие кроссовки, они высокие, красивые армяне. В смысле, не уебаны. Не в плохом смысле слова армяне, а прям. И азербайджанцы там еще живут. То есть, короче, город мне прям повезло, что я в таком, что я живу не в каком-то маленьком городе, а в таком, и я такой как будто узнал разную историю. Вот, то есть, как будто я вот получал высшее образование, это было в Ростове зашкварно, что ты типа не такой, блядь, знаешь, мужик, а ты такой получаешь, ты интеллигенция, образование получаешь, такой мягкий. И это был интересный опыт. То есть я горжусь тем, что я оттуда. Наверное, Баста, блин, прикольно, когда что-то говорит про это, он пытается это объяснить, что он имеет в виду, но как будто надо больше слов сказать. Что имеет в виду, что такое каста, чуть-чуть Баста, подробнее. Да, что это за жизнь. Это как будто надо отдельный разговор. Типа, что все имеют в виду, кто из Ростова, что там за жизнь. Это прям, это как ну, ЕКБ, как Питер. Это такой город, значит, своим... Нет, вот я мало просто в таких... Да, городах. Ну, Ростов, если ты там два дня был, ты просто походил, погулял. Это не понять именно вот этот вот менталитет. Там еще Краснодар есть под Ростовом, который соревнуется за кто круче. Это тоже интересно. Богдане хочу еще раз респект выразить. Все комики, по-моему, отличный тату-мастер. Все комики бьют татухи у него. Лунапарк? Да-да-да, Лунапанк в Инстаграме. Подписывайтесь, если хотите сделать, следите. Очень крутой мастер. А ты что, татуху не собираешься бить? Не, я не буду. Мне вообще нравится, что у меня их нет. Ну, прикольно, прикольно. Я думаю, она не нужна. Так, в седаун чуть-чуть, тебя же в седауне так и не было? Чуть-чуть в седаун, я иногда такой седауновские вопросы задаю. Да, в плане написания шуток. Вот за сколько? Сколько лет? 7 лет. 7 лет. Что ты понял в написании шуток? Я сейчас хочу сказать, я просто вина уже выпил к такому вопросу. Ну вот что я, что я бы хотел сказать. Короче, года через 3, когда я начал там везде куда-то приезжать, пытаться писать, я узнал, ну это из психологии, потому что я учился на психолога, что есть такая тема, когда тебя шутка заебала. И типа не пишется. Это вопрос вдохновения и психологического отношения к шутке. Я, короче, года где-то пару лет назад, до вот стендапа Outside, который мое почтение, прямо перед ним, я сделал такую фигню, пытаюсь сейчас сжать. Да. Я стал писать первая неделя, вторая неделя, третья неделя, это неделя месяца. Ну там, первая неделя месяца, вторая неделя месяца. Я пишу 2 захода. И всю неделю рассказываю. К пятнице они меня заебали. Ага. Но скоро понедельник, и я буду рассказывать новую неделю с новыми 2 заходами. Ага. Каждый день. То есть понедельно обрабатываешь, да, блоки. Да. Так. Это мне дает не отказываться от бита в течение недели. Но когда у меня заебал, уже скоро понедельник, новый бит. Да. Я буду вторую неделю рассказывать только этот бит. У меня прямо расписание, как будто мне кто-то сказал так делать. Да, прикольно. И я каждый день вкидываю под 2 шутки. И после микрофонов я иду, или после этого сольника, когда я выступаю в сольнике, я вставляю эту неделю, 10 минут там, нового материала в свой сольник. И я, короче, вставляю по 2 шутки каждый день. Если они зашли на микрофоне, я их оставляю, если нет, я их убираю. И каждый день вставляю по 2 шутки в эти 2 бита. Больше к выходным они меня заебали, но будет вторая неделя, когда я рассказываю другие 2 бита. То есть тебе надо, получается, 8 битов за месяц. То есть по 2 бита в неделю. Угу. Потому что ты выступаешь минут 10 на микрофонах. Ты сказал 1 бит, 2 бит. Везде вставил по 2 шутки еще. Не зашли, убираешь. На следующий день ты еще... Блин, ну схема четкая, пишу, конечно. Это все схема, ее идея в том, что тебя могут заебать эти шутки, но всего неделю ты их рассказываешь. И это позволяет тебе неделю ебашить в тишину эти шутки. И ты... Можно один неуточняющий просто в этот же? Ты просто такой комик, у которого еще и платки бывают. То есть в неделю 2-3 платки. Вот в дни, когда у тебя есть платки, ты что-то проверяешь или ты такой? Ну, сегодня платка. Да, 1 бит.
из двух. Проверяешь? Да. Как-нибудь в платочку засунуть, да, так, да, чтобы не пострадало идет, ничего. Идет все хорошо, вставлю 5 минут. Ага. Это вот этот один бит, у меня их два в неделю. Но к концу недели они меня заебывают. Но, короче, эта схема зачем нужна? Чтобы не отказываться от бита, который не заходит, и выкидывать его. Потому что это была моя проблема, когда я года 4 выступал. Я такой, эта хуйня, она не заходит, буду другой писать. И вот, короче, это вопрос, мне не хватает терпения. Потому что, когда ты вступаешь в тишину, ты готов отказаться. И когда ты ставишь перед собой, короче, рамки, с понедельника по воскресенье, я это рассказываю в тишину. Хаву говно, но я это рассказываю только это. И вот к пятнице у тебя может появиться еще две шутки. Это вот как будто для меня рецепт, как писать больше минут 5. Потому что я хотел всегда минут 10 писать. Блин, ну схема, конечно, вообще красивая. Но это психологический момент, отказываясь от материала или терпишь до понедельника. Это, короче, рабочая схема. Я, возможно, не прав. Не, ну для каждого свое работает. Пока я это тестирую пару лет, это мне позволяет писать раз в год минут по 40. Потому что я себе поставил цель с января по декабрь минут по 40. Потом это где-то снимать. Если кто-то не редактирует. И я такой, блядь, вот есть такой момент, что кризис бита, что ты такой заебался его рассказывать. И вот когда ты ходишь на какие-то проекты, тебе говорят, рассказывай еще, у тебя осталось 2 минуты написать. Ты можешь заебаться, и уже тебе противно. А когда ты ставишь такие вот рамки, что типа у меня до понедельника, я вообще, рассказываю. Да. Даже рабочая хаву, схема, говно. Пользуйтесь. Я вот сейчас вот уже 5 дней хаваю говно с одним битом. Но я такой, до понедельника терплю. И, возможно, что-то появится с этого. Возвращаясь к истории, когда я называю комика и охарактеризовать его. Андрей Шумилов. Да. Вот как бы ты охарактеризовал данного комика? Блин, ну это вообще, блин, ну о нем можно полчаса разговаривать. Давай 5 минут. Да, это чувак, который выступал из Беларуси же, он из Минска. Да. И он, я с ним познакомился, почему с ним еще не общался тогда, когда он выступал в команде КВН «Минское Яморе» как молодой комик из другой команды белорусской. А это «Минское море» уже было на телеке. Ага. И он попал с ним из молодой команды. Ему там было года 22, у него еще тогда были волосы. А я в Москве писал для одной из команд как автор. Меня никто не знал. Мне там было 20 лет, я там писал для одной из команд. И он такой ходил, блядь, я из нахуй премьер-лиги. Такой охуенный, я капитан команды. Я такой, блядь, какой же он нахуй зазвездившийся чувак, пиздец, я с ним вообще даже не хочу общаться. Uh-huh. И он со мной вот так разговаривал, иди нахуй, и я тут, блядь. И потом, и меня это удивило сильно, что года через два он начал заниматься стендапом, потому что сам появился в России. Uh-huh. И он поехал на открытый микрофон, и так как там всем на него похуй, потому что он с нуля. Ты знаешь, что он там в КВН был. Да. Хотя он там, блядь, звезда Минска, блядь, у него там, он ведущий мероприятий. Он едет на открытый микрофон, там выступает хорошо, но его не берут. А он, блядь, круто выступил. Мы с ним там познакомились, он такой, типа, я крутой комик, типа, тоже хорошо выступаю. Я такой, блядь, ты даже, сука, не знаешь, что я год назад был в Москве, когда ты такой ходил, блядь, с пивом и общался только с крутыми КВНчиками, а я был для тебя хуй из бугра, потому что ты меня не знаешь. То есть ты... И я такой, блин, как это удивительно, что жизнь так повернулась, что ему... Теперь он как будто со мной пытается общаться, потому что я, типа... Успешный, и он тоже успешный, и типа мы такие в одной волне. Потом он в Минске жил, там у них же тусовки тоже, стендап, там, кубы, кто там чё. И я такой за ним следил, мы с ним общались, он меня там привозил выступать туда, я там выступал. Я такой, блин, как эта жизнь повернулась так круто, что вот этот Шумилов, который был охуевший, капитан команды, сейчас стал таким простым, крутым чуваком, стендап, он как старается даже людей за меня топить, потому что некоторые белорусы, к которым я там в Минск приезжаю против, что мы их не привозим в Россию, а я к ним, блядь, приезжаю, у них там, блядь, минские деньги их забирать, выступать на их минских, блядь, людей, там злятся, и Шумилов за меня даже топит. Там еще Зарусский тогда был такой, который там, блядь, я там в Москве охуенно, а в Беларуси я гей. И там они там ругаются, знаешь. Да, хуёво относятся. Да, да, да. Он там типа Рокимен был, что его там этот, и что его и Ирина Мягкова заценила и написала ему там кучу шуток, и он там уже в открытом. Потому что он всего год выступает. А они там 5 лет ебашат, и никто их, блядь, не знает.
И там вот это было у него, я думаю, сейчас есть. И шум, круто, что так совпало, что он такой, блядь, стал из того чувака, которого я о нем думал, вот, вот таким. И сейчас, да, да, даже вот когда был карантин, он приехал с сумкой на открытый микрофон там в очередной раз и устраивался на работу автором. И ебанул карантин, и закрыли границы с Беларусью, это еще до революции в Беларуси. Ага. Закрыли границы с Беларусью, типа там нельзя приехать из Москвы в Беларусь обратно. И он жил в хостеле, и говорит, что там зашел бомжара, спиздил кроссовки на входе, потому что там двери не замыкали. А этот хостел я ему посоветовал, там раньше жил, но он тогда замыкался. Ага. Я такой, блядь, Андрей, походу сейчас вообще карантин, все закроются, давай купим раскладушку, я сейчас в Икее как раз. Uh-huh. Я могу купить раскладушку прямо сейчас. С Андреем Долозицким я там был. Мы там поехали что-то покупать. Uh-huh. Я такой, Андрей, давайте купил раскладушку, ты у меня будешь жить пока на кухне. У меня там есть кухня. Вау, вот это история. Это потому что я его знаю давно. Такой, блядь, чувак, походу пизда. Вообще везде. Я не знаю, но мне интуиция подсказывает, что пизда. Давай ты просто у меня поживешь, нахуй этот хостел. У тебя кроссовки с утра спиздили. Этот открытый микрофон, походу, закрывается. И он такой, да, давай. И он на следующий день приехал к нам ночевать. Моя девушка уехала к себе там в Ростов. И он у меня жил в квартире, мы с ним снимали вдвоем, мы с ним пережили карантин, месяц жили. Бля. Это представляешь, как вышло? Красота какая. Поэтому я такой, если Андрей там что-то как-то, я всегда впряжусь, ебать. Я был, когда он еще вообще был в ахуе. Сейчас он, конечно, сейчас автор. Нормально у него все. Он сейчас пишет сериал, сейчас и в России все хорошо. Он пишет, ну, сериал, выступает. Я только надеюсь, что он где-то снимется, потому что он тоже... переживает момент, что он там на ТНТ ходит, ну, в аутсайд ходит, у него материал, у него, правда, интересный материал. И что он там все равно в тусовке белорусов выступает через... Слушай, белорусский. Ну я слушал, хороший работающий но материал. Но это все равно чувак, блядь, прошел через такую школу, ебать. Он поел говна больше, чем все. Поэтому его ждет только успех. То есть я только надеюсь, что он будет выступать, чтобы его этот успех просто... Он его получил, чтобы он, блядь, не был в тот день, когда он не пришел, а успех пришел к нему. А он не знал этого. А ты шумилов точно плюсик. Знаешь, в чем кайф? Это я так плавно интегрировал. Он, Андрюха, ну ты, конечно, пиздец. Еще тысячу закинул. Он косарь закинул. Он зарабатывает, потому что. Он закинул косарь с текста. Ну, мы сегодня были на одной платке, и он с нее ехал на другую платку. Ну, он, блядь, смешной чувак. Да, и он просто написал, косарь отправил с текстом. 5 минут поговорите, похвалите, порассуждайте или раскритикуйте Андрея Шумилова. Мы уже вот... Я так закинул это тебе. Скажу, что я желаю ему удачи еще в личной жизни. Я пойду еще расскажу в туалет. Да-да-да, без проблем, без проблем. Пину, конечно. Да. А ты как вообще? Я все супер, все отлично. Ну, чувствую себя... Не, я на самом деле вообще не жалею, что я не пила. Пьешь, да? Да. Почему? Это странно звучит. Ты не жалеешь, что ты не пила? Ну, был момент, когда я такая... Типа, вам весело, но мне тоже норм? Да, мне норм, и я еще знаю, что с утра мне будет вообще идеально, потому что у меня не будет похмелья, у меня не будет болеть голова, у меня не будет сухости во рту, и... А я сейчас полисорб выпью, и мне тоже нормально будет. Ну, блин, ты здоровый, а мне... Я здоровый. Банки видел, окей. Да, видела. Можешь еще раз показать? Нет. А что, там что-нибудь приходило еще? Не, уже ничего не приходило. Уже ничего не приходило, я вас понял. Да. И... да не, вообще потрясающе, огромное большое спасибо. Сегодня буквально ездили с Аланой на Биберево, купили этот пульт. Этот пульт для того, чтобы камеры подключить к нему. И потом вот так Алан будет нажимать 1, 2, 3 и будет между камерами переключаться. Если она справится. 3 кнопки, блядь, нажимать, ракурс переключать. Надо, да, работать. Надо работать. Вот одна камера, вон вторая камера, осталось еще третью камеру, штативы, проводки. Скоро все будет, большое спасибо. Полисорб, да, Гэри Бушелли. Ну, я, кстати, читала, что ни хрена не помогает, потому что... Полисорб? Да. Он помогает по факту мне. Ну, я видела обзор на него, как это обычно бывает. Сначала что-то набирает популярность, а потом какой-нибудь локальный блогер или блогер, как, у которого есть какие-то как будто бы более глубинные практика знания. Практика слишком...
мне практика показывает. Да, но я это говорю... знаешь, как... Ладно, договорись, извини, что я тебя перебиваю. Ну, и там был разбор о том, что полисор, как и любой, короче, это вещество, абсорбент, которое, да, вымывает, оно помимо того, что есть... якобы твой организм с алкоголем и без него бы справился. Да, конечно, справился, но он помогает справиться. Это... Да, она имеет в виду, что, типа, круто, что хоть кто-то не пьет, потому что, когда все пьяные, блядь, тяжело контролировать, да? Да, у нас вроде вообще прикольно, а вообще прелестно все идет. А фишка в том, что ничего не надо контролировать. А мне, да, здесь это вообще такое супер UFC сейчас начнется. Блин, реально, у меня, если честно, была такая мысль, что сегодня UFC, и там такой классный бой, при том, что я не слежу сильно, но там очень классный бой, который я бы даже посмотрел. Но потом я выяснил, что там основной кард начинается в 6 утра. Ну, как всегда, блядь. Да, а главный бой вообще в 8 утра. У них вечно, ну, я вообще с ума Америка, сойду. Да. Я с ума сойду столько. Мне знаешь, что интересно было? Еще один раз буквально, извини, я хочу вот этой штукой воспользоваться. Вообще, из списка комика достать. Блин, как круто, что ты это все организовал. Ты понимаешь, что это все организовал, это ты? Это вообще... Что ты такой, спасибо, извини, что ты в этом участвуешь. Ты такой интеллигентный, я такой, извини, человек, блядь, это ты, блядь, шоу делаешь. Мне интересно твое мнение на по поводу... На YouTube все смотрят, это круто. Достаю из рукава. Костя Пушкин. Да. Твое мнение. Не, ну... Сочетание вот этого талант, трудолюбие, ну, участие. Круто все равно, что Костя этот был еще в убойной лиге. Да. Как будто вот если бы сейчас было лет 27, мы бы не смогли оценить Костю Пушкина, потому что на него повлияло все-таки, что он старожила, и он такой весь, блядь, уже состоявшийся, ну, в смысле, как личность. С бэкграундом, да. Да, да, такой он там, блядь, может, ты же его сам звал несколько раз уже, да, больше одного раза. Потому что это Костя Пушкин. И прикольно, что он был вот там прям. И такой, я отказываюсь нахуй. Я буду, блядь, как я хочу. Ну да. True, пошел в клуб. Они там сделали клуб. Все получилось. Хотя могло не получиться. Хуй его знает. И он потом в итоге он там в ВКонтакте шел, да, у него? В шоу ВКонтакте, да, да, да. Он такой, я, блядь, ВКонтакте есть, нахуй мне стендап. Я такой, блядь, мне хватает, я на бике иногда приду и выступлю. Но я комиков вообще не хочу знать, там молодые, блядь, писюны, а я там, блядь, ну... Ну да, у него, наверное, такая логика, если там кто-то невероятный будет, я и так да о нем узнаю. Да я вот такой же, я для него такой же чувак, он такой, круто, Лев Марсел есть, он со мной в покер играл чаще, чем меня видел на сцене, и я такой, самый умный комик, мне прям лет через 10 дорога, когда уже там Гурам снимется 10 раз, а я там один раз приду, и то, потому что малой меня тогда пригласил. И потому что все остальные в этот день. Да, забыли. Уже все были, там уже Семен Дияк там был два раза, уже, блядь, пора и Льва нахуй позвать хотя бы. Я имею в виду, что это вообще, ну, круто, я просто смотрю это со стороны, смакую, что там за... Это же, он же друг Егора вообще с ТНТ. Нагорного? Да-да-да, это да? Прям одна тусовка, он просто... Ой, я не знал. Я хочу вот так, и ушел. И вот то, что у него там самый умный комик, это же квиз. Да-да-да, который он делал до этого. Да, и то, что Саша Шумовой, который сидит сбоку там, интересней, и ездит по городам и собирает, потому что он такой необычный. А Костя, который ведет эту передачу так же, как и Малой, не может собрать столько же людей в койне, потому что он такой интересный. Это тоже интересно, что мы уже сколько лет, там, 40 лет. А я не знаю, сколько. Ну, 35 где-то так, наверное. Ну, нет, наверное, 39, может, или 38. Да, реально? Ну, я думаю, да, он уже, блядь, сколько выступает. И это интересная личность, конечно. Это прям тоже нам дала индустрия Костю Пушкина. Ну, жалко, что он, конечно, выступает вообще редко. Да. В плане не ходит на микрофоны, на всякие там... Не ну, видишь, он какой-то дзен постиг. Он такой, ну, мне и так все заебись. Мне хватает, я доволен. Как Марат Секаев, вот такой. Как будто. Ну, Марат что-то равно... пытается вроде. Не, ну, Марат как будто тоже, но... Я вообще за и Костю Пушкина, и Марата, я, блядь, всегда буду за, чтобы это, блядь, чуваки пиздец. И еще Коля Андреев. Это вот три чувака, кита, которые, ну, с самого начала, у истоков. Просто они такие, ну, вот я буду смотреть, присматриваться. Пока там, блядь, Долгополов. Где бышки, да, там, блядь, выгнали комика. Ну, Долгополов какой-то тоже на какой-то плато вышел. Долгополов вообще нахуй на, блядь, серфе ебашит по всем... Вообще фронтам, я это вообще чудо. Так не, он же, он ебашил как будто, а потом вышел на такой уровень, такой, мне на этом уровне заебись. И что-то да, стоит на нем. Это ты сейчас типа говоришь, но я имею в виду, что в целом Долгополов это ебач серфер, пиздец. Он, блядь, просто сколько он, блядь, был в новостях за 5 лет.
Да. Раз 10, нахуй, там, блядь, то его выставляют со стороны, он Дудя, тут же, это пиздец, он там, блядь, отношения с двумя девушками, это вообще, блядь, ну, личность. Нашумел в инфополе. И ты шумит, он сейчас такой, я вернулся в тусовку. Я такой, блядь, что-то будет снова. Какая, он пора разбираться был. Ну, с Воронежем, ну, это вот вообще, это отдельный разговор. Так, я всегда задаю этот вопрос, задам его и сейчас. 10 миллионов долларов у тебя сейчас оказывается, что ты будешь делать? Я бы положил бы на проценты. Всю сумму? Да, да. На хотелки бы ничего не потратил? Ну, и тратил. Нет, я бы тратил бы на проценты, на хотелки. Ну, хорошо, проценты, ну, что бы ты делал? На хотелке, вот эти проценты, которые ты достаешь. Да, да, у меня приходят проценты. Ну, это нормально, если 10 миллионов долларов положить, это тебе... То лотерею, да? Да, но это тебе процент нормальный, там тебе тысяч по 10 долларов будет капать. Кто-то умер у меня, да, и отдал мне 10 миллионов. Да, да. Я такой, я ставлю на Сбербанк, и проценты мне идут. Тысяч по 100 там, да, рублей. Гораздо даже, больше. Даже гораздо больше. Я вот смотрю канал, ну так, посматриваю, он называется «Финансовая независимость». Там чувак полностью показывает под свой портфель. Да. Uh-huh. И у него портфель размером около 40 миллионов рублей. И ему вот, даже меньше, мне кажется, ему вот этот портфель приносит где-то 150 тысяч в месяц. Да, и тогда бы, а у тебя в 10 раз больше. Да, то есть тебе где-то лям рублей в месяц падает. Лям в месяц приходит мне... Капает на эту опять карту. И я тогда езжу по городам, выступаю. И там в Москве тоже выступаю. Но за бесплатно. Тебе деньги не нужны, ты чисто над собой уже работаешь. Да, я уже зарабатываю. Я такой поехал в Польшу. Но, конечно, все равно здесь как бы ты много не зарабатывал. Тут важно... Ты соберешь себе зал, чтобы выступать или нет? И как будто вот тут дилемма, будешь ли тратить на таргет эти деньги, чтобы пришел в зал? Или ты не будешь его тратить? Слушай, как будто есть? Можно потратить, потому что ты завлечешь человека, короче, но ты его завлечешь и своим, завербуешь на выступление. Своим талантом не завлекаешь, ты тратишь деньги на это за свой счет. Ну, тут по-разному можно посмотреть. С одной стороны, да, что ты искусственно... Это история прям из ситкома какого-то, где комик, миллионер, не может собрать... С ним дружат за деньги. Не может собрать себе зал, да. Он, блядь, везде все заебись, кроме, блядь, того, чем он горит. Ну, я к тому, что, а прикинь, ты таргет, вот так на это посмотри, ты настраиваешь таргет, приходит 50 человек на тебя, 50 просто из-за таргета, и ты так пиздато выступаешь, что эти 50, которые пришли из-за таргета, становятся твоими поклонниками. Да, но ты все равно будешь спать по ночам и думать, блядь, я их купил. Да, это вопрос выбора, да, да, то есть. Да, поэтому я бы такой, короче, был бы кочевником, у которого с деньгами все заебись, поэтому он не парится насчет денег. И выступает везде бесплатно, все такие, блядь, этот чувак стоит денег, а мы на него бесплатно ходим, и у меня будет полный зал за ведро. Я бы, короче, за ведро бы выступал везде, и эти деньги бы еще куда-нибудь направлял. Да. Собак или Артура Чапаряна там куда-нибудь там. Поддержать его донат. Не, это не связано с собаками. Я имею в виду поддержать его донат, что у него концерт вышел. Да. Задонатить ему, чтобы скачать концерт. Я такой, вот я там, блядь, за трушную как комедию. А мне деньги нужны, потому что мне капает на карту. Но я вопрос тогда, откуда у меня нахуй 10 этих миллионов? Кто же там умер, блядь? И пишет за мне деньги. Короче, по факту ты бы продолжал заниматься тем, что занимаешься, да, просто да. Чуть просто меньше геморроя бы было. Себя бы лучше, но хотя геморроя сейчас и нет. А квартиру бы не стал покупать в Москве? Ну, короче, если квартиру покупать в Москве, ты все равно будешь снимать что-то как будто ближе. Ну смотри, 10 миллионов долларов – это 700 миллионов рублей. Ты можешь себе за 70 миллионов купить в центре за 70 но миллионов. Но если ты, короче, комик, который очень круто выступает, ты выступаешь не в Москве. Ты в Москве, ты ездишь, типа. Сумку кидаешь, да. Крутой комик выступает в Польше и в Риге, и еще в Лос-Анджелесе. Ну, в Москве можно выступить сегодня в стендап-клубе, завтра в стори, потом в... Что там у нас еще есть? Стояк у тебя не будет. Ну, всякие... У тебя стояка не будет. Деказил. Это раз. А к концу недели ты такой, блядь, пора ехать нахуй за границу. Узнать, чего я стою. Ну, когда ладно, люди придут, да. Тебя не знают. Ну, в смысле, они просто придут на тебя. Посмотреть, какой ты есть сейчас. Поэтому сторы и доказил это
почти свое. Хорошо, самолет, ты же на open майке продолжишь ходить, а open майки все в центре находятся. Да, вот на open майке будет легче добираться. На open майке, когда у тебя денег дохуя, и ты пошел туда просто, блядь, поесть говна. Чем ты такой, мне приходится ходить на open майк? Да, я вынужден. Да, я же, блядь, на биге стою, и там, это другое, это другая история. Да, да. Ну и круто, круто. Кинь Ахмедова ездит по Америке, выступает, какой-то опыт. Хотя у нее все, ну, хорошо, она там выступает, типа... А ты на английском пробовал выступать? Нет. Ну да, да, я пробовал выступать, мне не понравилось то, что это другая комедия, как будто во всех городах страны, во всех городах мира есть русскоязычная публика, где круче выступать именно с этим материалом в таких формулировках литературных, чем переводить на другой язык, конечно, это для этого. Коряво, опыт, коряво. Да, но это все равно не то, что ты рассказываешь именно вот этим языком. Согласен. Я выступал на русский есть язык. Этом, но это есть, я в этом. Есть в этом что-то. Вася так не считает. Поэтому. Джо Рашидов, 899 рублей. Нормально, почти 1000. Вау, да. Лев, тебя очень приятно слушать. Развитие подкасту. Спасибо. Подпишитесь, блядь, и напишите, что Лев не ДЦПшник, а не заика, блядь, которого не нужно слушать. Я нормально разговариваю, это не подкаст, где я там пытаюсь, блядь, потрясающе интересный человек. Искренне. При этом я, блядь, вино пью. Как часто увидеть таких искренних комиков? А обычно приходят такие, все молодцы, всех люблю, все это. Я так искренне, потому что мне уже плевать. Я уже успеха не добился. Лёва, все будет хорошо. Какой ты шо, все впереди. Все впереди. Еще два доната. Давай, зачитаем их. И мы уже не грустно 100 рублей. И будем заканчивать. Не грустно 100 рублей. Не грустно? Ну, такой... Или мне грустно? Не грустно. А, не грустно. 100 рублей. Включил, включил многоточие, стрим многоточие, кайфанул, три восклицательных знака. Бро, перемотай. Говорите. На начало. Тут, ну, разъеб сначала идет. Тут вообще на спасибо за донат. Да. Недостаточно хорош 100 рублей. А можно я комика из рукава достану? И вот я его вытягиваю. И кто же здесь? О, Константин Широков. Лев, есть что сказать? Спасибо да, за донат. Да, я сегодня был когда на подкасте Green чат, зеленый чат, радио, зеленый чат. Там а это, извини, это связано с МСК-шным зеленым чатом? Оттуда что-то пошло? Да, да, это такая шутка у них. Я понял. И они такие топят за Костю Широкова, что Кость... Короче, было как. Они такие, мы зовем в подкаст свой недооцененных комиков. Мы звали Настю Чубарову, Влада Карагодина и тебя. Uh-huh. Я такой, блядь, ну я вообще-то... У меня эфиры какие-то есть, я по городам езжу. Он мне такой говорит, а ты по городам ездишь? Я такой, ну, вообще-то уже несколько лет. Он такой, да, у тебя что, есть своя аудитория? Я такой, ну, аудитории, может быть, и нет. Но там кто-то приходит. Ну, он такой, это хуйня. Ты пишешь на афише, ты был в снапе на ТНТ, да? Я такой, да, но все равно люди приходят, говорят, расскажи про акулу. Я им рассказываю, они меня, типа, как будто видели где-то. Он говорит, ну, это... И мы с ним начали спорить за то, что Костя Широков, он говорит, у него есть своя аудитория. Типа он по городам ездит, блядь. Mm. Наверное, он в города, когда приезжает, все идут прям на его стендап. Просто идут. Я не думаю, что прям, блядь, его знают во всей России. Mm-hmm. А он такой, да ну, Костя Шоков, у него там канал, вся хуйня. Блядь, Костя Шоков классный парень, у него там ЧГП подкаст, но я, у него эфиров, блядь, мало. Я нахуй, ты знаешь, я снимался, блядь, в ТНТ, в Аутсайде там что-то сдаю. Пытаюсь, блядь, где-то еще сниматься на Ютубе. Еще я по городам уже езжу, блядь, 5 лет, нахуй, за копейки. Выступаю за любую сумму с билетов во всех, нахуй, городах России. Ты, каждый год. Он такой, а я не знал. Я такой, блядь, и вы меня позвали в контексте Настя Чубарова, Ватка Карагудина и я. У него их подкаст называется «Недооцененные комики». Такой, блядь, ну я больше их выступаю. Я был, когда Настя Чубарова только начинала. Я ее там еще поддерживал, типа, Настя, ты молодец, она, ну, молодец вообще. Я говорю, блядь, ну ты меня оскорбляешь так, и там в латыничку она ржала, что я там психу. И получилось так, что Костя Шоков для этого чувака больше фигура в стендапе, чем я. Я такой, блядь, ну, Костя из Питера, у них подкастчик, подкаст, я надеюсь, что у него там собираются люди во всех городах, но как будто его не, ну, не так знают, он не, ну, не так снимался, чтобы сравнивать, блядь, его там с другими, и типа он икона, а мы там хуй бы никто, я там, блядь, я Влад Карагодин и, блядь, Настя Чубарова, вот, вот у нас линейка, а есть Костя Широков. Ага. Вот что я думаю про Костя Широкова, что он клёвый парень,
Но, к сожалению, там, может, недооценен как Самуэл Геновян и Сева Кучев. Я вот единственное, что не понимаю, я у большого... Ему получается тяжело выступать в других городах. Я у большого количества комиков просто видел скептическое отношение к Косте, и я вот этого только не понимаю. То есть, может быть... Ну, они, наверное, думают, что, блядь, Костю подтянули. Не то знаю. Костя уже давно выступает. Я просто с Костей общался, пиздатейший чувак. Классный парень. Да. Он уже там взрослый. Может быть, возможно, я не утверждаю, может быть, кого-то из комиков, как ты говорил, злит то, что у него какая-то своя аудитория есть. Они такие, блядь, он из Питера. Но он, блядь, Костя выступает лет уже тоже 7 в Питере, с Недалем весь день там выступали. Угу. Это тусовка у них своя, ЧГ подкаст, еще этот Comedy Band, Stand-up Band. Угу. Они снимали же шоу вот это. Stand-up Band несколько лет. Став, Funny Stuff. Они снимали, блядь, еще когда нахуй только начинали выступать. Поэтому Костя Жоков это тоже, это и есть, кто это снимал. Ага. Поэтому тут, конечно, надо знать подноготню, но Косте респект, я не против него. Да. Я просто хочу сказать, что есть подкастеры, которые дрочат на Костю, потому что он ЧГ-подкаст делает и делает там в Питере шоу, угу, стендап со зрителями, когда он там с ними общается. Да, серьезный разговор, да. Да, но это нельзя говорить, что Костя пишет вас всех, потому что у Кости свой путь, и да, он там некоторые эфиры не попадал, а самой попадал, там, блядь, Недаль попадал, или Сева Качок попадал. Поэтому тут, короче, я хочу сказать, что Костя, ну, молодец, но у него путь тоже, блядь, тяжелый, недооценен. Да. Сколько он подкастов делал. И я вообще надеюсь, что у него будет все заебись. У него сейчас все хорошо, он там ездит. Да. Но мы с ним закусились прям, типа, что... Он говорит, вот Костя есть своя аудитория, у тебя нет нихуя. Я такой, блядь, чувак, ну я стараюсь выступать. Да, я там, блядь, у меня нет канала своего на Ютубе. Но я, блядь, уже давно, я, конечно, проебался, что я пошел на ТНТ, и там Рутуб, блядь, я не знал, что потом что в итоге... Что никто это не увидит. На Ютуб надо было ходить. Я, блядь, это узнал только, когда уже, блядь, там поснимался, и теперь я только сейчас хожу, и там, может, через 5 я там, где-то меня кто-то будет узнавать, да. Хорошо, но что... Костя тоже, блядь, не звезда стендапа. Хорошо, что на новой неделе выйдет сольный концерт Льва Марсела на канале Outside. Спасибо, что ты за меня топишь. Да, я думаю, но... опять будет 200 тысяч подписчиков, я вообще и все будут смотреть все равно других комиков. Я там буду, блядь, еще один. Я думаю, мне надо 5 таких концертов снять, чтобы что-то, блядь, изменилось в моей жизни. Ну, я не знаю. Еще один камень в прочном фундаменте этого здания да, все равно и будет увеличивать. Артем Винокур. Приветики. Артем, ты что не спишь? То есть там, блядь, 890... созвон, блядь. Ты там проспался, созвон нужен новый. 899 рублей. Лёва, топовый комик. Респект. Это вот Артём Винокур. Тоже разъёб. Вообще все ребята свой Балкома, Дедищев, Винокур, Дедков, Гурам, там Чепытков, но он как будто уже там сам двигается. Это все равно чуваки мега трушные. То есть они когда пришли в ТНТ, и там вот эти вот движухи, микрофон, не микрофон. Каждый из них поел говна больше, чем все. И если кто-то думает, что там они на новой Балкоме, блядь, двигаются, ага, они туда пришли уже, поевши говна, им сказал там дуз, типа, давайте. Ага. И они такие, блядь, ну, надо делать. И я имею в виду, если вы думаете, что они там просто так, все там всё вот Артёма можно взять вот так вот, кинуть в зал, ну, любой, которого не знает. Да. И Артём всё равно будет самим со собой, своей комедией. Поэтому у него Чучундра это набрала куча просмотров. Нормально, лям вроде. Ну и больше ляма. Я имею в виду, что там мог сниматься любой комик с ТНТ. В аутсайде. В аутсайде. Дать ему полчаса, блядь. Вот там как Гурам Амарян, там 17 минут с золота. Но Артём... Когда победил в открытом микрофоне, там такие все, блядь, ну, хуй знает почему Артём. Время показало то, что ты можешь любого сейчас с ТНТ там, uh-huh, и кинуть его на аутсайд, но все равно Артём, блядь, ебашит. Он тогда не, ещё и классно. Не, вот он еще спорил, Артём... блядь, с редакторами. Во-во-во. Я не думаю, что он на ТНТ потом по итогу будет выступать через 5 лет. Но это точно личность, блядь, во, мы еще о нем узнаем. Вот мне что мне в нем нравится, что он трушный тип. Сейчас, что конечно, он, когда о нем говорят, не прогибается. Какие-то комики авторитетные, которые о нем отзывают, вот Вася Медведев о нем отзывается хорошо. И все такие, блядь, наверное, Вася его хвалит.
они пока не способны оценить, что Вася имеет в виду, что этот чувак вне всех его успехов, то, что там он там везде вхож, все ему рады, он все равно делает свою хуйню какую-то, и он ебашит. Да, да. Просто сейчас кажется, что он рокимен. Потому что ТНТ... Вопрос там, времени. Да, Ойбу-Кон, выходит. То есть он может сейчас в ЧБД, ну, прийти выступить. И все такие, блядь, Винокур в ЧБД, конечно, они же там друзья. Но Винокур, Дидищев тот же, Дидищев тоже, блядь. Вы просто не помните, когда Дидищев в Comedy Battle выступал, про Голубей рассказывал, когда он там, блядь, в Москву начал ходить в стендап-клуб. И его позвали на техничку ТНТ, и он, у него материал разъебывал. То есть он там где-то ездил, выступал, но это тоже не... И Чебдаров. Это все, каждый из них, вот эти... Я просто хочу лишний раз их подчеркнуть. Да. Мне они там, блядь, не пишут ВКонтакте. Я имею в виду просто... Я не хвалю их. Я просто хочу сказать, что вы должны, если кого-то хуесосите, учитывать то, что... Подумайте, что эти чуваки раньше делали до успеха. Да. И вот Винокур, Дидищев, Чебдаров, Дедков – это все чуваки, которые поели говна специально изо всех сил. Да, это вы узнали о них, когда вы их узнали, а они-то задолго до того, как вы о них узнали. Что с ними происходило психологически, когда они, у них был кризис вот этой вот хуйни, когда они там, блядь, мне этим заниматься или я возвращаюсь к себе в этот, ну, до регион. Они это все перетерпели из Заудски. И поэтому эти сейчас люди успешные, вы думаете, вот, блядь, они там на Лайбл.коме, блядь, свой. Но это все не просто так. А, я хочу вот, тут вопрос, я типа, я с тобой согласен. А, я хочу тут вот вопрос, не секрет, кто будет следующий на ночном. Кто будет, я пока говорить не буду, но я просто хочу про следующую неделю сказать. Я в понедельник улетаю в Осетию на 4 дня, в четверг прилетаю, а в пятницу уезжаю в Питер 2 концерта. И вот я думаю, что с четверга на пятницу я постараюсь сделать хотя бы один ночной на новой неделе, вот в это окошко между прилетами и улетами. А кто увидите с четверга на пятницу? Давид, донатьте, пожалуйста. Да, тут блин. Вообще... Да, это вы с этим чувак, отлично блядь, справляетесь. Я в шоке. По всей стране я так ну не башу. Ты серьезно, ты, блядь, ты прям думаешь про донаты, кто-то приезжает, кто будет в гостях, это так круто. Спасибо, Лёва. Нет, я хочу зачитать еще. Всем HLEMYZD, HLEMYZD, 1000 рублей прилетело еще один донат. Лев, спасибо за развернутую схему катать по биту в неделю. Еще с прошлого упоминания ее записал. Это все равно экспериментальная хуйня, я ее... Ну, попробовать можно. По рулету примерь, подойдет, не подойдет, и потом... Я просто, чтобы не заебываться. Давид и Алана, спасибо за то, что вы делаете. Кайф. Спасибо тебе за донат большое. Супер. А он на этом уже зевает. Алана, ты давай. Ты же работай. Ты должна вообще этот... Ты вообще тебе респект. Спасибо. Правда, а там правда. Что-то дзынькало, да, вроде? Ой. Давид просто относится к этому... К самому смыслу. Он же парень. Он такой, блядь, стендап, заебись. Я там баскетболист. А то, что такая я девушка есть, которая с ним прям вот это топит, это вообще респект. Да, таких, это мне повезло, это, конечно. Таких поискать, я вам говорю. Это надо держаться вообще. За нее, это будет она третий. Она прям третий. Контроль, она не пьет вино, она не пьяная, чтобы это на самом деле сойти. Первый раз, когда, мне кажется, на ночном, ну или может второй раз, когда ой, ну ты до пью, этого да. Набрала маленькую баночку пива и второе безалкогольное но пиво, чтобы обманываться. Ну это потому, что, мне кажется, ты кавказских кровей. Потом в тебе вот это вот срабатывает, что ты не ебанутая, типа, я отпущу вожжи. Давид тут что-то снимает, я отпущу вожжи. Круто, что ты всерьез так к этому относишься. Прям ты микрофон берешь, чтобы звук мыла был. Да. Да, контролируешь чат, блядь. Да, да, вообще, да. А, талант плюсик тут точно. Мне за это платят. Тебе, Давид, очень повезло, что так... Возможно, спасибо, тебе спасибо, индустрия послала Ивану. Возможно, и возможно. Ты нам послал индустрия, чтобы мы развивались, чтобы молодые комики... Правильно росли, и мы там, блядь, вырастили новых, блядь, крутых комиков. И Артём Винокур, чтобы был тоже счастлив. Да, как все связалось в одну цепочку. Да, да, чтобы все были счастливы. И Егор, блядь, чтобы все были. И Стахович, чтобы все были рады. Да, спасибо. Внезапно ён. Давно никто его не упоминал. Влад Карагодин. Все, блядь, были в плюсе. Да, Алан.
Нет, там больше ничего. А, все? Там дзинкало вроде что-то, нет? Ну, так я зачитала. Там последние донаты про Костю Широкова. Я тебя понял. Ну... Круто поболтали, я думаю, еще не раз поболтаем. Да, я надеюсь, еще попасть к тебе сюда на подкаст. Да не, я вообще с удовольствием. Я Алане сразу сказал, я так скажу. Иногда бывает такое, что зовешь кого-то, и ты такой, ну надо будет поработать. Возможно, это даже не видно бывает в подкасте, но внутренний настрой бывает такое, что накидаю побольше вопросов, так, приблизительно в голове, чтобы, если что, в какой-то кризисный момент их закинуть. Когда Алане говорил, Лев придет, вообще можно не готовиться, у нас точно пизда-то пойдет, там можно хоть, бля, 5 часов без остановки сидеть. Поэтому... Шоу, блядь, вообще. Ну, слушай, 3.5 часа. Да, 3.5 часа, вообще прекрасно. Я надеюсь, там, ближе к осени опять прийти, там, что-то обсудить фидбэк с аутсайда, там, какого-нибудь. Ну, вот можно даже пораньше, на самом деле. Там, знаешь, там, можно там, до осени затягивать. Свой. Можно вот как сделать. У тебя на новой неделе выходит сольник, подождать месяца два и просто через 2 месяца обсудить, приди, как, приди, да, да, как там что прошло. Да, что с Денисом Антипиным, и, скорее всего... Да, да, да. Ну, и плюс какого-нибудь еще комика к тому времени выпиздят, это тоже обсудим. Да, куча комиков. И, во-первых, выйдут 10-минутки на аутсайде, и мы там, блядь, скажем, какого хуя он там вообще делает. Во-во-во. Да, Томас, блядь. Это будут потрясающие выпуски, да, где мы будем проходиться, косточки перемалывать всем. А если еще у тебя что-нибудь там выйдет, что да? Там этот стендап представляет клуб? Да, стендап-клуб представляет. Да, обсудим. И Левечкина еще обсудим. О, все самое вкусное впереди. Спасибо большое, что смотрели. Это был подкаст «Авторитет мысли». Лев Марсел, подписывайтесь, следите. Кстати, вообще, ну, не видно. Я бы не сказала, что... Ну, я просто, когда... Пью, я говорю то, чтобы я не сказал бы, когда трезвый, потому что я пытаюсь, чтобы всем было комфортно. И сегодня я напился и сказал, может быть, лишнего кого-то обидел от чистого сердца. Обижал от чистого сердца. От чистого сердца. Я от своих слов не отказываюсь, но, возможно, кто-то обиделся. Но знаете, что это были рассуждения человека, который всем сердцем любит стендап. Да, я прям, ну, чтобы было все по делу. А ты знаешь, что такое сетап? Сейчас Илья Якимсев расскажет нам, что такое сетап. Илья Якимсев не может сказать, что такое сетап, потому что у него пока нет панчлайнов. Говорит про сетап, надо еще панчлайн придумать. Мне кажется... Илюха, я не думал, что сюда все свернёт. Про сетап может говорить великие люди какие-нибудь, которые поели говна. Илья как раз таки говно обходит, поэтому... Обходит? Конечно, он не ел говна. Да? Конечно, ты видел его? Конечно, а история с открытым микрофоном, это разве да, не было? Да, где там судьи собрались, чтобы поугарать над ним, типа. Но он же пришел туда по таким соусам. Я Илья Якимсев. Там переехало, тогда 60 комиков отобрали на самый первый фестиваль. Все думали, у них удастся своим родителям показать, какие они классные. И только Илья, блядь, из всей страны такой, я, блядь, уже готов. Я и еще тогда был Руслан Мухнаров. Я готов. Он был в открытом микрофоне? Да, да. Его что-то не взяли, после этого не показали по телеку. Он был, блядь, с Ильей Камчевым. Ничего себе, я не знал. Он там разъебал, мы сказали нет. И он такой, ебать. Я, блядь, Руслан Мухнаров. Не знал. И Илья Якимсев также приехал туда. Я, блядь, Илья Якимсев. И пока молодые комики хавали говно там, идите нахуй. То он такой, я, блядь, и делаю обзоры, блядь, на ваши концерты, и поэтому этот чувак не поел говна вообще. Он делал платки в Самаре, он не делал платки по России. Он приезжает везде, как Илья Якимсев выступать, когда он когда-то договаривается, потому что он делает подкаст. Он нигде не приезжает, как комик Илья Якимсев, которого, ну, типа, не знают. На топ-стендапах он не стоит в Казани, он не стоит на биг-стендапах в Москве. Он не выступает в стори, он не выступает по России в кубах стендапа, потому что они там что он там, ну хуй его знает, что он расскажет, понимаешь? Если мы пойдем на него полный зал, может он не зайдет, поэтому коммерчески ни в ЕКБ, ни в Челябинске, ни в Ростове он не нужен. Так а может он тебе скажет, а мне коммерция нахуй не нужна, я делаю то, что мне нравится. Так делай, иди нахуй, делай там. Ты нам зачем? Мы же, блядь, идут они нахуй, идёте вы нахуй. Мы тут платим аренду, ебать. И в Казани тоже. Нахуй ты нам нужен, когда мы поднимем аренду здесь? У нас топ-стендап идет, блядь, уже регулярно 5 лет, блядь. А ты хоть и молодец там на Ютубе, но
Поэтому все его выступления — это тоже респект от чуваков, которые ценят, что он так идет радикально против там тусовки и ее там критикуют, обсуждает Стаса Старого этого. Это респекты от успешных комиков. Да. Но как и именно юнит, он может кому-то быть неудобный. На биг стендап его тяжело ставить, потому что, может быть, люди придут и будут плеваться, что он не зашел. И потом будут говорить: мы заплатили 1000 рублей, блядь, за вход. Это не про... Это я сейчас на примере стендапа, да, клуба говорю. Стендап клуба номер один. Что ж, это... Илья, привет. Да, привет, Илья, спасибо за донаты. Мята, тоже привет. Да, это мы еще, мы с Ильей это еще обсудим, и со Львом это обсудим. Большое спасибо. Вообще вошло куда надо. Вообще, потрясающий выпуск, я считаю. Ну, ей респект. Да. Молодец. Да, Илюха любит стендап. Да, да, я вообще респект, ну, в смысле, я только чистого сердца за него. Вообще, показалось, что я против него. Такой ты, Лев, охуенный со своей искренностью, реально, просто честно говорю. Я сильно кайфанул, спасибо, что пришел, мы точно еще много раз поболтаем. Спасибо, что смотрели. Я тоже поржал, был охуенный. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст и на инсту, Льва. Если вы будете кидать, Давид будет больше делать, круто. Сегодня мы точно на... Да, это как ты на рублей, ледоруб, ребят, этот собрали? Да, это же вопрос 1000 рублей, на самом деле, не так дохуя денег. Не, они сегодня отлично, они сегодня отлично с этим справились, так что... Не надо много денег кидать, вы просто, блядь, кидайте, будет все заебись. Комики крутые. Да, все, всем пока. Пока. Нужно понимать, что сетап — это не только то, что вы написали. Это то, что происходит конкретно сейчас тоже. То есть ваш текстовый сетап, он встраивается в общий глобальный сетап ситуации. Кто пришел, когда пришел, в каком настроении, какие отношения с сценой, знают они тебя или нет. Кто выступал до тебя, кто после, освещение, звук, текущая ситуация, дождь на улице, какая погода, температура, настроение их, в конце концов, смеются они или нет, готовы что-то делать. Это все-все как вагоны многочисленные, которые крепятся к вашей шутке. Шутки не существуют. Шутки не существуют. Лайкайте всю эту херню и распространяйте. Давайте.